Жульверн вокруг света за 80 дней. Глава первая, где заключается взаимный договор, по которому паспорту поступает в услужение к филиазу Фоу. В доме номер 7 на Савель Роу, Берлинген Гарденс в том самом доме, где в 1814 году умер Шеридан, в 1872 году проживал Филиас Фок, эксквайр. Хотя этот человек всячески старался не привлекать к себе внимания, он слыл одним из наиболее оригинальных и примечательных членов лондонского реформ-клуба. Таким образом, одного из самых знаменитых ораторов, украшавших Англию своим талантом, сменил упомянутый Филиас Фок, человек загадочный, о котором было известно лишь то, что он принадлежал к высшему английскому обществу, был прекрасно воспитан и необычайно красив. Говорили, что он походил на Байрона, однако только лицом. Обе ноги у него были здоровы, но то был Байрон, носивший усы и бакенбарды. Байрон бесстрастный, который мог бы прожить не старее целую тысячу лет. Филиас Фок, несомненно, был англичанином, но по всей вероятности не был уроженцем Лондона. Его никогда не видели ни на бирже, ни в банке, ни в одной из контор Сити. Ни причалы, ни доки Лондона никогда не принимали корабля, который принадлежал бы судовладельцу Филиасу Фоку. Имя этого джентльмена не числилось в списках членов какого-либо правительственного комитета. Не значилось оно также ни в коллегии адвокатов, ни в корпорациях юристов, одном из Иннов, Темпля, Линкольна или Грея. Никогда не выступал он ни в Канцелярском суде, ни в суде Королевской скамьи, ни в Шахматной палате, ни в Церковном суде. Он не был ни промышленником, ни негоциантом, ни купцом, ни землевладельцам. Он не имел отношения ни к Британскому королевскому обществу, ни к Лондонскому институту, ни к Институту пригладного искусства, ни к Институту Рассела, ни к Институту западных литератур, ни к Институту права, ни, наконец к Институту наук и искусств, состоящему под высоким покровительством Ее Величества Королевы. Не принадлежал он также ни к одному из тех многочисленных обществ, которые так распространены в столице Англии, начиная от музыкального и кончая энтомологическим обществом, основанным главным образом в целях истребления вредных насекомых. Филиас Фок был членом реформ-клуба и только. Тому, кто удивится, каким образом этот столь таинственный джентльмен оказался членом такой почтенной ассоциации, надлежит ответить. Он избран по рекомендации братьев Беринг, у которых ему открыт текущий счет. Это обстоятельство и тот факт, что его чеки исправно и незамедлительно оплачивались, придавали ему в обществе вес. Был ли Филиас Фок богат? Несомненно. Но как он нажил свое состояние? На этот вопрос не могли ответить даже самые осведомленные люди, а мистер Фок был последним, кому уместно было бы обратиться за подобными сведениями. Он не отличался расточительностью, но во всяком случае не был скуп, ибо когда требовались деньги для осуществления какого-либо благородного, великодушного или полезного дела, он, молча и обычно скрывая свое имя, приходил на помощь. Словом, трудно было себе представить менее общительного человека. Он говорил ровно столько, сколько было необходимо, и чем молчаливее он был, тем таинственнее казался. А между тем жизнь его проходила у всех на виду. Но он с такой математической точностью делал изо дня в день одно и то же, что неудовлетворенное воображение по неволе искало себе пищи за пределами этой видимой жизни. Путешествовал ли он? Весьма возможно, ибо никто лучше его не знал карты земного шара. Не было такого пункта даже весьма отдаленного, о котором он не имел бы самых точных сведений не раз удавалось ему с помощью нескольких кратких, но ясных замечаний разрешать бесконечные споры, которые велись в клубе по поводу пропавших или заблудившихся путешественников. Он указывал наиболее вероятный исход дела, и развитие последующих событий неизменно подтверждало его предположение, словно Фляс Фок был одарен способностью ясновидения. Казалось, этот человек успел побывать всюду, во всяком случае, мысленно. А между тем было достоверно известно, что Филиас Фок уже много лет не покидал Лондона. Те, кто имел честь знать его несколько ближе, утверждали, что его можно встретить только по дороге из дома в клуб или обратно, и нигде больше. Время препровождения Филиаса Фога в клубе сводилось к чтению газет и игре в вист. Он часто выигрывал в этой молчаливой, столь подходившей к его натуре игре, но выигрыш никогда не оставался у него в кошельке, а составлял значительную долю в его пожертвованиях на благотворительные цели. Уместно заметить, что мистер Фок вообще играл не ради выигрыша. Игра для него была состязанием, борьбой с затруднениями, но борьбой, не требующей ни движения, ни перемены места, а потому неутомительной а это соответствовало его характеру. Насколько известно, Филиас Фок был холост и бездетен, что случается даже с самыми почтенными людьми, и не имел ни родных, ни друзей, что уже случается поистине редко. Он жил одиноко в своем доме на Севель Роу, куда никто не был вхож. Его личная жизнь никогда не являлась предметом обсуждения. Ему прислуживал лишь один человек. Завтракал и обедал он в клубе в точно установленные часы, всегда в одном и том же зале и за одним и тем же столиком, не угощая своих партнеров по игре и не приглашая никого из посторонних. Ровно в полночь он возвращался домой, никогда не оставаясь ночевать в прекрасных, комфортабельных комнатах, которые реформ-клуб предоставляет для этой цели своим членам. Из 24 часов 10 он проводил дома, либо в постели, либо за туалетом. Если уж филиас Фок прогуливался, то неизменно мерил своими ровными шагами приемный зал клуба, высланный мозаичным паркетом, или расхаживал по круглой галерее, увенченный куполом из голубого стекла, покоившимся на 20 ионических колоннах красного парфира кухни, кладовые, буфеты, рыбные садки и молочные клуба снабжали его к завтраку и обеду самой лучшей провизии. Клубные лакеи, безмолвные торжественные фигуры в черных фраках и башмаках на войлочной подошве, прислуживали ему, подавая кушанье в особой фарфоровой посуде. Стол был покрыт восхитительным саксонским полотном, сервирован старинным хрусталем, предназначенным для шерри, портфейна или кларета, настойного на корице и гвоздики. И, наконец, к столу подавали лед. Гордость клуба, придававший приятную свежесть этим напиткам. Он с большими затратами доставлялся в Лондон прямо с американских озер. Если человека, ведущего подобную жизнь, именуют чудаком, то следует признать, что чудачество – вещь весьма приятная. Дом на Севиль-Роу не блистал роскошью, но отличался полным комфортом. К тому же при неизменных привычках хозяина обязанности прислуги были несложны. Однако Филиас Фок требовал от своего единственного слуги исключительной точности и аккуратности. Как раз в тот день, 2 октября, Филиас Фок рассчитал своего слугу Джемса Форстера, который провинился в том, что принес своему хозяину воду для бритья, нагретую до 84 градусов по Фаренгейту – вместо 86, и теперь он ждал нового слугу, который должен был явиться между 11 часами и половиной 12 утра. Филиас Фок плотно сидел в кресле, сдвинув пятки, как солдат на параде. Опершись руками на колени, выпрямившись и подняв голову, он следил за движением стрелки, стоявших на камине часов, которые одновременно показывали часы, минуты, секунды, дни недели, числа месяца и год. Ровно в половине двенадцатого мистер Фок, следуя своей ежедневной привычке, должен был выйти из дому и отправиться в реформ-клуб. В эту минуту раздался стук в дверь маленькой гостиной, где находился Филиас Фок. Появился уволенный Джемс Форстер. «Новый слуга», — доложил он. В комнату с поклоном вошел малый лет тридцати. «Вы француз, и вас зовут Джон?» Спросил Филиас Фок. Жан, с вашего позволения, ответил вошедший. Жан паспорту, буквально проходящий всюду. Здесь пролаза ловкий человек. Прозвище это мне дали давно, и оно доказывает, что я способен выпутываться из любого затруднения. Я считаю себя честным человеком, сударь, но, говоря по правде, перепробовал немало профессий. Я был бродячим певцом, наездником в цирке, вольтежировал как леотар и танцевал на проволоке, как Блондон. Затем, чтобы лучше использовать свои способности, сделался преподавателем гимнастики и, наконец, был в Париже старшим пожарным. В моем послужном списке числится несколько недурных пожаров, но вот уж пять лет, как я покинул Францию, и чтобы вкусить прелести домашней жизни, служу в Англии лакеем. Оставшись без места и узнав, что мистер Филиас Фок самый аккуратный человек и самый большой домосед в Соединенном Королевстве, я прихожу сюда в надежде зажить спокойно и позабыть о том, что меня зовут Паспорту. Вы мне подходите. Паспорту, ответил джентльмен. Мне вас рекомендовали, и у меня о вас хорошие сведения. Вам известны мои условия? Да, сударь. Хорошо. Сколько времени на ваших часах? 11 часов 22 минуты, – ответил паспорту, извлекая из недр жилетного кармана громадные серебряные часы. «Ваши отстают», – заметил мистер Фок. «Простите, сударь, но это невозможно». «Они отстают на четыре минуты, но это несущественно. Достаточно установить расхождение. Итак, начиная с этого мгновения, то есть с 11 часов 29 минут утра, Среды 2 октября 1872 года вы у меня на службе». Сказав это, Филиас Фок поднялся, взял левой рукой шляпу, привычным движением надел ее на голову и вышел из комнаты, не прибавив ни слова. Паспорту слышал, как хлопнула наружная дверь, это вышел его новый хозяин, затем она хлопнула второй раз, это ушел его предшественник Джемс Форстер. Паспорту остался один в доме на Севель-Роу. глава 2, где паспорту убеждается, что нашел наконец свой идеал. Честное слово, промолвил несколько опешивший паспорту. Таких живых молодцев, как мой новый хозяин, я встречал только у мадам Тюссо. Здесь уместно пояснить, что молодцы, мадам Тюссо, это восковые фигуры, весьма популярные в Лондоне, которым право же не достает лишь дара речи, чтобы быть живыми. За несколько минут разговора с Филиасом Фогом по спорту успел хотя и бегло, но внимательно разглядеть своего будущего хозяина. То был мужчина лет сорока, высокого роста, с красивым и благородным лицом, украшенным белокурыми усами и бакенбардами. На лбу ни одной морщины, цвет лица матовый, зубы безукоризненные. Его внешность даже не портила некоторая дородность. Казалось, он в высшей степени обладал тем, что физиономисты называют «спокойствием в движении», свойством, присущим людям, которые больше делают, чем говорят. Невозмутимый, флегматичный, с ясным, бесстрастным взглядом, он представлял собой совершенный тип хладнокровного англичанина. Такие люди нередко встречаются в Соединенном Королевстве, и Анжелика Кауфман чудесно, хотя и несколько академично, воспроизводит их в своих рисунках. Во всех жизненных обстоятельствах такой человек остается тем же уравновешенным существом, все части тела которого правильно пригнаны, столь же точно выверенным, как хронометр фирмы Лероу или Эрншоу. И действительно, Филиас Фок олицетворял собой точность, что было ясно по выражению его рук и ног, ибо у человека, как и у животного, конечности являются лучшими выразителями его страстей. Филиас Фок принадлежал к числу тех математически точных людей, которые никогда не спешат и всегда поспевают вовремя, экономя при этом каждое движение. Он никогда не делал лишнего шага и шел всегда кратчайшим путем. Не позволяя себе глядеть по сторонам, он не допускал ни одного лишнего жеста. Его никогда не видели ни возбужденным, ни подавленным. То был самый неторопливый и одновременно самый аккуратный человек на свете. Само собой понятно, что такой человек жил одиноко, и если так можно выразиться, вне всяких общественных связей. Он знал, что в жизни по неволе приходится, как говорят, тереться между людей, а так как трение замедляет движение, то он держался в стороне ото всех. Что касается Жанна по прозвищу Паспорту, истого парижанина, парижанина до мозга костей, то он уже пять лет жил в Англии в должности слуги и тщетно искал себе в Лондоне хозяина, к которому мог бы привязаться. Паспорту не походил ни на одного из тех фронтенов или маскарилий с самоуверенным и холодным взором, которые ходят, задрав нос и подняв плечи, и ведут себя, как бесстыжие наглецы. Нет. Паспорту был честный и малый, с приветливым лицом и пухлыми губами, всегда готовыми что-нибудь отведать или кого-нибудь поцеловать. Кроткий, услужливый, со славной круглой головой, которую хотелось бы видеть на плечах друга. У него были голубые глаза, румяные щеки, такие толстые, что он мог бы любоваться собственными скулами. Обладая высоким ростом, широкой грудью и мощной мускулатурой, он отличался геркулесовой силой, которую развил еще в молодости постоянными упражнениями. И его темные волосы всегда были всклокочены. Если скульпторы античной древности знали 18 способов укладывать волосы Минервы, то паспорту знал лишь один способ управляться со своей шевелюрой. Два-три взмаха гребешком и прическа готова. Сказать заранее, уживется ли этот порывистый малый с филиасом Фогом, не позволяло простое благоразумие. Станет ли паспорту тем безупречно аккуратным слугой, какой требовался его хозяину? Это можно было бы проверить только на опыте. Проведя, как известно, довольно бурную молодость, паспорту жаждал теперь покоя. Наслышавшись об английской методичности и о вошедшем в поговорку «бесстрастие английских джентльменов», он отправился искать счастье в Англию. Но до сих пор судьба ему не благоприятствовала. Он нигде не мог прочно обосноваться, хотя сменил уже десяток мест. Всюду хозяева были своенравны, неровны в обращении, искали приключения или часто переезжали с места на место. Это не могло удовлетворить паспорту. Его последний хозяин, член парламента, молодой лорд Лонгсфери, После ночей, проведенных в устричных залах Гай Маркета, весьма часто возвращался домой на плечах полисменов. Паспорту, желая прежде всего сохранить уважение к своему хозяину, рискнул сделать ему несколько почтительных замечаний, которые были приняты неодобрительно, и паспорту покинул его. Тем временем он узнал, что Филиас Фок, эксквайр, ищет слугу. Он навел справки об этом джентльмене. Человек, который ведет столь размеренный образ жизни, всегда ночует у себя, не путешествует, никогда не отлучается из дому даже на сутки, весьма устраивал паспорту. Он отправился к Филиасу Фогу и поступил на службу при уже известных читателю обстоятельствах. Итак, часы пробили половину двенадцатого. Паспорту находился один в доме на севель Роу он тотчас же начал осмотр своего нового жилища и обозрел его полностью, от чердака до подвала. И ему понравился этот чистый, хорошо устроенный, добропорядочный, строгий пуританский дом. Он походил на раковину улитки, но на раковину, освещаемую и отапливаемую газом. Углеводород служил здесь для всех нужд отопления и освещения. Паспорту без труда нашел на третьем этаже предназначенную ему комнату она ему понравилась. С помощью электрических звонков и переговорных трубок она сообщалась с комнатами второго и первого этажей. На камине стояли электрические часы, соединенные с часами спальни Фляса Фога, и оба маятника ударяли одновременно, в одну и ту же секунду. «Это как раз по мне! Это как раз по мне!» — повторял про себя паспорту. В своей комнате над часами он заметил приколотый к стене листок бумаги. Это было расписание его ежедневных обязанностей. Паспорту прочел его. Здесь было подробно указано все, что требовалось от слуги с 8 часов утра, когда Филиас Фок вставал, и до половины 12, когда он выходил из дому и отправлялся завтракать в реформ-клуб. Чай с поджаренным хлебом, в 8 часов 23 минуты. Вода для бритья в 9 часов 37 минут. Без 20.10 прическа и тому подобное. И далее с половины 12 утра до полуночи времени, когда пунктуальный джентльмен ложился, все было расписано, предусмотрено, упорядочено. Паспорту с удовольствием перечитал это расписание и стал заучивать его наизусть. Что касается гардероба джентльмена, то он был прекрасно подобран – и содержался в превосходном состоянии. Каждая пара брюк, фраг или жилет имели порядковый номер, отмеченный во входящем или исходящем реестре, с указанием даты, когда в зависимости от сезона их следовало надевать. Также образцово содержалась и обувь. Словом, этот дом на Севель Роу, храм беспорядка во времена знаменитого, но беспутного Шридана, был теперь комфортабельно обставлен и свидетельствовал о полном достатке. В доме не было ни библиотеки, ни книг, ибо мистер Фок в них не нуждался. Реформ-клуб предоставлял в распоряжение своих членов две библиотеки. В одной находились книги по изящной словесности, в другой – по вопросам права и политики. В спальне филиасов Фога стоял несгораемый шкаф средней величины, который прекрасно защищал хранившиеся в нем ценности и от пожара, и от воров. В доме не было никакого оружия, ни охотничьих, ни военных принадлежностей. Все указывало на самый мирный образ жизни хозяина. Рассмотрев в мельчайших подробностях свое новое жилище, паспорту потер руки, улыбнулся во всю ширь своего лица и радостно произнес это мне нравится. Это как раз по мне. Мы отлично сговоримся с мистером Фоком. Какой домосед? Настоящее воплощение точности. Не человек, а машина. Ну что ж, я ничего не имею против того, чтобы служить машине. глава третья, где завязывается разговор, который может дорого обойтись Филиасу Фоку. Филиас Фок вышел из своего дома на Савелероу в половине 12 и, сделав 575 шагов правой ногой и 576 левой, достиг реформ клуба. Постройка этого величественного здания в Пэлмэл стоила не менее трех миллионов. Фляс Фок направился прямо в столовую. Все девять окон, которые выходили в прекрасный сад. Осень уже позолотила в нем деревья. Он занял свое обычное место за столиком, на котором уже стоял его прибор. Завтрак состоял из закусок, отварной рыбы, приправленной отменным соусом ридинг, кровавого розбифа с грибной подливкой, пирога с ревенем и крыжовником и куска честерского сыра. Все это было залито несколькими чашками превосходного чая, выращенного специально по заказу реформ клуба. В 1247 наш джентльмен поднялся и прошел в большой салон, роскошную комнату, увешанную картинами в дорогих храмах. Там слуга подал ему свежий номер газеты «Таймс», и Виляс Фокс старательно разрезал его листы, выказав при этом сноровку, свидетельствующую о давней привычке к подобной весьма сложной операции. Чтение этой газеты заняло Филиаса Фога до 3 часов 45 минут. Последовавшее за этим изучение стандарта продолжалось до обеда. Обед этот походил на завтрак и отличался от него лишь прибавлением королевского британского соуса. Без 26 наш джентльмен возвратился в большой салон и погрузился в чтение Morning Chronicle. Получасом позднее несколько членов реформ клуба появились в зале и подошли к камину, в котором пылал огонь. Это были обычные партнеры мистера Филиаса Фога, такие же, как он, заядлые игроки в вист. Инженер Эндрю Стюарт, банкир Джон Селливан, Сэмюэл Фалентин, пивовар Томас Фленаган и Готье Ральф, один из администраторов английского банка. Все люди богатые и пользовавшиеся почетом даже в этом клубе, среди членов которого встречаются промышленные и финансовые тузы. Ну, Ральф, как обстоят дела с кражей? Спросил Томас Фленаган. Что ж, банку, видимо, придется броситься со своими деньгами, заметил Эндрю Стюарт. А я наоборот надеюсь, что мы все же задержим вора, возразил Готи Ральф. Мы послали ловких полицейских агентов и в Америку, и в Европу во все главнейшие портовые города, так что этому господину трудно будет ускользнуть». «Так значит, приметы вора известны?» – спросил Эндрю Стюарт. «Прежде всего, это не вор», – серьезно ответил Готье Ральф. «Как это? Молодчик, стащивший 55 тысяч фунтов стерлингов банковыми билетами, не вор?» «Нет», – повторил Готье Ральф. «А значит, это делец», – спросил Джон Селливан. «Морнин Кроникл уверяет, что это джентльмен». Слова эти принадлежали Флясу Фогу, голова которого поднялась над ворохом наваленных вокруг него газет. Он поздоровался со своими партнерами, те, в свою очередь, приветствовали его. Событие, о котором шла речь и о котором с таким увлечением писали все газеты Соединенного Королевства, произошло три дня назад, 29 сентября. Пачка банковых билетов на огромную сумму 55 тысяч фунтов стерлингов была похищена с конторки главного кассира Английского банка. В ответ на удивленные вопросы, как могла произойти подобная кража, помощник управляющего банком Гатья Ральф ограничивался следующим ответом. В эту минуту кассир вписывал в приход поступление в 3 шиллинга и 6 пенсов. А за всем ведь не уследишь? Чтобы обстоятельства этого дела стали более понятными, уместно заметить, что замечательное учреждение, именуемое английским банком, самым ревностным образом оберегает достоинство своих клиентов и поэтому не имеет ни охраны, ни даже решеток. Золото, серебро, банковые билеты открыто лежат повсюду и предоставлены, так сказать, на милость первого встречного. Разве допустимо подвергать сомнению честность своих посетителей? Один из самых внимательных наблюдателей английских нравов рассказывал даже о таком случае. Как-то раз в одном из залов банка его заинтересовал лежавший на конторке золотой слиток весом в 7 или 8 фунтов. Он взял этот слиток, осмотрел его и передал соседу, тот другому, так что слиток, переходя из рук в руки, исчез в глубине темного коридора и вернулся на свое место лишь через полчаса. Причем кассир не поднял даже головы но 29 сентября дело происходило несколько иначе пачка банковых билетов не вернулась на свое место и когда великолепные часы висевшие в отделе чековых операций пробили 5 часов время окончания работы английскому банку ничего не оставалось как внести эти 55 тысяч фунтов стерлингов в графу убытков когда факт кражи был должным образом установлен, сыщики, отобранные из числа наиболее ловких агентов сыскного отделения, были разосланы в крупнейшие порты – Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и другие. В случае удачи им была обещана премия в 2000 фунтов стерлингов и сверх того 5% с найденной суммы. В ожидании сведений, которые полиция надеялась получить в результате начавшегося следствия, сыщикам было поручено тщательно наблюдать за всеми прибывающими и отъезжающими путешественниками. Как утверждала газета Morning Chronicle, можно было предположить, что лицо совершившее кражу не входило ни в одну из воровских шаек Англии. В тот самый день, 29 сентября, многие видели, как некий хорошо одетый джентльмен, почтенного вида и с прекрасными манерами, расхаживал в зале выплат, где произошла кража. Следствие позволило довольно точно установить приметы этого джентльмена, и они тотчас же были разосланы всем сыщикам Соединенного Королевства и континента. Некоторые проницательные умы, и в числе их Готье Ральф, были твердо уверены, что вору не ускользнуть. Легко себе представить, что это происшествие находилось в центре внимания Лондона и всей Англии. О нем горячо спорили, обсуждали возможный успех или неудачу действий столичной полиции. Неудивительно поэтому, что и среди членов реформ клуба велись подобные разговоры, тем более, что один из собеседников был помощником управляющего банком. Достопочтенный Гатие Ральф нисколько не сомневался в результатах поисков, считая, что назначенная премия должна изрядно подстегнуть рвение и сообразительность агентов. Но его коллега Эндрю Стюарт далеко не разделял этой уверенности. Спор продолжался и за карточным столом. Стюарт сидел против Лейнагана, Фалентин против Филиаса Фога. Во время игры партнеры не разговаривали, но между Роберами прерванная беседа возобновлялась с еще большим жаром. Я утверждаю, сказал Эндрю Стюарт, что все шансы на стороне вора. Это без сомнения ловкий малый. Ну нет, ответил Ральф. Нет ни одной страны, где бы он мог укрыться. Как это? Куда ж ему по-вашему поехать? Не знаю, ответил Эндрю Стюарт. Во всяком случае, мир велик. Когда-то был велик, в полголоса заметил Филиас Фог. Снимите. Добавил он, протягивая колоду Томусу Фленагану. На время Робера спор затих, но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его. «Что значит «когда-то»?» – спросил он. «Или земля ненароком уменьшилась?» «Без сомнения», – ответил Готье Ральф. «Я согласен с мистером Фогом», Земля уменьшилась, раз ее можно теперь объехать в 10 раз быстрее, чем сто лет назад, а это в данном случае ускорит поиски и облегчит вору бегство. Мистер Стюарт, ваш ход, произнес Филиас Фок. Но недоверчивый Стюарт не успокоился и после окончания партии снова возобновил разговор. Надо признать, мистер Ральф, сказал он, вы избрали действительно забавный способ доказательства того, что Земля уменьшилась. Итак, раз ее теперь можно объехать в три месяца, всего 80 дней, заметил Фляс Фок. Действительно, господа, подхватил Джон Селиван. 80 дней с тех пор, как открыто движение по линии между Роталем и Аллахабадом по Великой Индийской железной дороге. Вот расчет, составленный Morning Chronicle. Из Лондона в Суэц, через Монсенес и Мбриндизи, поездом и пакетботом 7 дней. Из Суэц в Бомбей пакетботом 13 дней. Из Бомбея в Калькуту поездом 3 дня. Из Калькуты в Гонконг, Китай, пакетботом 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму, Япония, пакетботом 6 дней. Из Йокогамы в Сан-Франциско, пакетботом 22 дня. Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом 7 дней. Из Нью-Йорка в Лондон пакетботом и поездом девять дней. Итого восемьдесят дней. Да, восемьдесят дней, — воскликнул Эндрю Стюарт в рассеянности, сбрасывая козырь. Но здесь не учитывается ни дурная погода, ни встречные ветры, ни кораблекрушения, ни железнодорожные катастрофы и тому подобное. «Все это учтено», — ответил Флеос Фок, делая ход, ибо на сей раз спор продолжался уже во время игры. «Даже если индусы или индейцы разберут рельсы», — горячился Эндрю Стюарт. «Если они остановят поезд, разграбят вагоны, скальпируют пассажиров...» «Все это учтено», — повторил Филиас Фок и объявил, бросая карты на стол. «Два старших козыря». Эндрю Стюарт, чья очередь была сдавать, собрал карты, говоря. «Теоретически вы правы, мистер Фок, но на практике...» «И на практике тоже, мистер Стюарт». «Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится». «Это от вас зависит. Поедемте вместе». «Сохрани меня небо!» — вскричал Стюарт. «Но бьюсь об заклад на четыре тысячи фунтов, что такое путешествие при существующих условиях невозможно!» «Напротив, вполне возможно», — возразил мистер Фок. «Ну что ж, совершите его!» «Вокруг света 80 дней?» «Да, охотно». «Когда?» «Да немедленно». «Это безумие!» — воскликнул Эндрю Стюарт, которого начал раздражать упрямство партнера. «Давайте лучше продолжать игру». «В таком случае пересдайте», — заметил Флиас Фок, — «в вашей сдаче ошибка». Эндрю Стюарт лихорадочно собрал карты, затем вдруг бросил их на стол. «Хорошо, мистер Фок, я ставлю четыре тысячи фунтов». «Дорогой Стюарт», — сказал Фалентин, — «успокойтесь, ведь это не всерьез». «Когда я держу пари, то это всегда всерьез», — ответил Эндрю Стюарт. «Идет», — сказал мистер Фок. Затем, обернувшись к своим партнерам, добавил. «У меня лежит 20 тысяч фунтов стерлингов в банке братьев Беринг. Я охотно рискну этой суммой». «20 тысяч фунтов?» — воскликнул Джон Селливан. «20 тысяч фунтов, которые вы можете потерять из-за непредвиденной задержки?» «Непредвиденного не существует», — спокойно ответил Филиас Фок. «Мистер Фок, но ведь срок 80 дней — срок минимальный». Хорошо использованный минимум вполне достаточен. Но чтобы не опоздать, вам придется с математической точностью перескакивать с поезда на пакетбот и с пакетбота на поезд. Я и сделаю это с математической точностью. Это просто шутка. Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари, ответил Флеас Бьюсь об заклад на 20 тысяч фунтов против всякого желающего, что объеду вокруг земного шара не больше, чем 80 дней, то есть в 1920 часов или в 115 200 минут. Принимайте пари? Принимаем! ответил Стюарт, Фалентин, Селиван, Фленаган и Ральф, посовещавшись между собой. Хорошо, заметил мистер Фок. Поезд в Дувр отходит в 8.45. Я поеду этим поездом. «Сегодня вечером?» – переспросил Стюарт. «Да, сегодня вечером», – ответил Филиас Фок. «Итак», – добавил он, взглянув на карманный календарь, – «сегодня у нас среда, 2 октября. Я должен вернуться в Лондон в этот самый зал реформ-клуба в субботу 21 декабря в 8 часов 45 минут вечера». В противном случае 20 тысяч фунтов стерлингов, которые лежат в настоящее время на моем текущем счете в банке братьев Беринг, будут по праву и справедливости принадлежать вам, господа. Вот чек на эту сумму. Протокол пари был составлен и тут же подписан шестью заинтересованными лицами. Филиас Фок оставался невозмутимым. Разумеется, он заключал пари не для того, чтобы выиграть деньги. Он поставил 20 тысяч фунтов, половину своего состояния, ибо предвидел, что вторую половину ему, быть может, придется израсходовать, чтобы благополучно довести до конца свое трудное, чтобы не сказать невыполнимое намерение. Что касается его противников, то их смущал не размер ставки, а сомнение в том, порядочно ли принимать пари на подобных условиях. Пробило 7 часов. Партнеры предложили мистеру Фогу прекратить игру, чтобы приготовиться к путешествию. «Я всегда готов», — отвечал невозмутимый джентльмен, сдавая карты. Бубный козыри», — сказал он. «Ваш ход, мистер Стюарт». 4, в которой Филиас Фок изумляет своего слугу паспорту. В 7 часов 25 минут Филиас Фок, выиграв вист около 20 геней, распрощался со своими почтенными партнерами и покинул реформ-клуб. В 7 часов 50 минут он отпер двери и вошел к себе в дом. Паспорту, уже успевший старательно изучить распорядок дня, был несколько удивлен, что мистер Фок погрешил против точности и явился в неурочное время. Согласно расписанию, обитатель дома на Севеле Роу должен был возвратиться только в полночь. Филиас Фок сразу же прошел в свою комнату и оттуда позвал. «Паспорту!» Паспорту не ответил. Этот зов не мог относиться к нему. Сейчас было не его время. «Паспорту!» — повторил мистер Фок, не повышая голоса. Паспорту вошел. «Я вас зову второй раз!» — заметил мистер Фок. «Да, но сейчас не полночь!» — ответил паспорту, указывая на часы. я это знаю!» — сказал мистер Фок. «И не упрекаю вас! Через десять минут мы отправляемся в Дувр и Кале!» Что-то вроде гримасы показалось на круглой физиономии француза. Было очевидно, что он плохо расслышал. — Вы переезжаете, сударь? — спросил он. — Да, — ответил мистер Фок. — Мы отправляемся в кругосветное путешествие. Паспорту вытаращил глаза, поднял брови и развел руками. Он весь как-то обмяк, и вид его выражал изумление, граничащее со столбенением. «Кругосветное путешествие?» — пробормотал он. «Восемьдесят дней», — пояснил мистер Фок. «Поэтому нам нельзя терять ни минуты». «А как же багаж?» — спросил паспорту, растерянно оглядываясь вокруг. «Никакого багажа. Только ручной саквояж с двумя шерстяными рубашками и тремя парами носок. То же самое для вас. Остальное купим в дороге». Захватите мой плащ и дорожное одеяло, наденьте прочную обувь. Ха, впрочем, нам совсем или почти совсем не придется ходить пешком. Ступайте. Паспорту хотел что-то ответить, но не мог. Он вышел из комнаты мистера Фога, поднялся к себе и, упав на стул, от души выругался. Вот так штука, черт возьми, а? А я-то думал, пожить спокойно, проворчал он. Затем машинально он занялся приготовлениями к отъезду. Вокруг света в 80 дней. Уж не имеет ли он дела с сумасшедшим? Как будто нет. Может быть, это шутка? Они едут в Дувр. Ну ладно. В Кале. Куда ни шло. В конце концов, это не могло особенно огорчить честного малого. Вот уж пять лет, как он не ступал на землю своей родины. Быть может, они доберутся и до Парижа? Ну что ж, честное слово, он с удовольствием увидит вновь великую столицу. Уж, конечно, такой солидный джентльмен непременно там остановится. Пусть так. Однако он снимается с места. Он переезжает, этот джентльмен. Такой домосед. В восемь часов паспорту уложил в скромный саквояж дорожные вещи, свои и мистера Фога. Затем все еще, пребывая в смятении, он покинул свою комнату, тщательно запер ее на ключ и вошел к мистеру Фогу. Мистер Фог был готов. В руках он держал знаменитый железнодорожный и пароходный справочник и путеводитель Брэдшоу, который должен был ему служить во время путешествия. Он взял из рук паспорту саквояж, открыл его и вложил туда объемистую пачку хрустящих банковых билетов, которые имеют хождение во всех странах. «Вы ничего не забыли?» — спросил он. «Ничего, сударь. Мой плащ и одеяло?» «Вот они». «Отлично. Берите саквояж». Мистер Фок передал саквояж паспорту. «Берегите его», — добавил он. «Здесь двадцать тысяч фунтов». Саквояж чуть не выскользнул из рук паспорту, словно эти двадцать тысяч фунтов были в золотых монетах и обладали изрядным весом. Господин и слуга вышли из дому, Входная дверь была заперта двойным поворотом ключа. Стоянка экипажей находилась в конце Севельро. Филяс Фок и его слуга сели в Кэп, который быстро повез их к вокзалу Черен-кросс, откуда начинается ветка юго-восточной железной дороги. В 8 часов 20 минут Кэп остановился перед решеткой вокзала. Паспорту спрыгнул на землю. Его господин последовал за ним и расплатился с кучером. А в эту минуту какая-то нищенка, басая, в рваной шале на плечах, в помятой шляпке с изломанным пером, держа за руку ребенка, приблизилась к мистеру Фогу и попросила милостыню. Мистер Фог вынул из кармана 20 геней, который только что выиграл вист, и протянул их женщине со словами. «Возьмите, моя милая, я рад, что встретил вас». Затем он прошел дальше. Паспорту почувствовал, что глаза его увлажнились новый господин расположил к себе его сердце. Мистер Фок в сопровождении слуги вошел в большой зал вокзала. Здесь он приказал паспорту взять два билета первого класса до Парижа. Затем, обернувшись, он заметил пятерых своих коллег по реформ-клубу. «Господа, я уезжаю», — сказал он. «И различные визы, поставленные на моем паспорте, которые я беру для этой цели, помогут вам по моем возвращении проверить маршрут». «О, мистер Фок!» — учтиво ответил Готье Ральф. «Это совершенно излишне. Мы вполне доверяем вашему слову джентльмена». «Так все же будет лучше», — заметил мистер Фок. «Вы не забыли, что должны вернуться...» — начал Эндрю Стюарт. «Через 80 дней». Прервал его мистер Фок. В субботу, 21 декабря 1872 года, в 8 часов 45 минут вечера. До свидания, господа. В 8.40 Филиас Фок и его слуга заняли место в купе. В 8.45 раздался свисток, и поезд тронулся. Ночь была темная, моросил мелкий дождь. Филиас Фок молчал, откинувшись на спинку дивана. Паспорту, все еще ошеломленный, машинально прижимал к себе саквояж с банковыми билетами. Но не успел поезд пройти Сайденхэм, как паспорту испустил вопль отчаяния. Ой! что с вами? — осведомился мистер Фок. — Дело в том, в спешке от волнения я... я забыл... — Что именно? — Погасить газовый рожок в своей комнате. — Что ж, мой милый, — невозмутимо ответил мистер Фок. — Он будет гореть за ваш счет. Глава 5, в которой на лондонской бирже появляется новая цена. Покидая Лондон, Филиас Фок без сомнения не подозревал, что его отъезд вызовет такой большой шум. Известие о Пари сперва распространилось в реформ-клубе и породило сильное возбуждение среди членов этой почтенной корпорации. Затем, по милости репортеров, это возбуждение перекинулось в газеты, а через газеты оно передалось населению Лондона и всего Соединенного Королевства. Вопрос о кругосветном путешествии комментировался, обсуждался, разбирался с такой горячностью и страстью, словно речь шла о новом алабамском деле. Одни приняли сторону Филиаса Фога, другие, и они вскоре составили значительное большинство, выступили против него. Совершить кругосветное путешествие при помощи современных средств передвижения не в теории, не на бумаге, а на деле и в такой короткий срок – это не только немыслимо, это безумие. «Таймс», «Стандарт», «Ивнинг Стар», «Морнинг Кроникл» и 20 других крупных газет высказались против мистера Фога. Одна лишь «Дейли Телеграф» до некоторой степени поддерживала его почти все называли Филиаса Фога маньяком, сумасшедшим, а его коллег из реформ-клуба порицали за то, что те заключили пари с человеком, умственные способности которого были явно не в порядке. В печати по этому поводу появился ряд весьма страстных, но строго логических статей. Всем известно, какой интерес возбуждает в Англии все, что касается географии. Поэтому не было ни одного читателя, какому бы сословию он не принадлежал, который бы не проглатывал столбцы газет, посвященные путешествию Филиаса Фога. В первые дни несколько смелых умов, главным образом женщины, были за него, особенно после того, как Illustrated London News поместила его портрет, воспроизведенный с фотографией, хранившейся в архивах реформ-клуба. Некоторые джентльмены отваживались даже говорить эй, ⁇ эй, А почему бы и нет? ⁇ Случались ведь вещи и более необычные. В большинстве своем то были читатели Daily Telegraph. Но вскоре стало заметно, что и эта газета начинает сдавать. Но вот 7 октября появилась длинная статья в известиях Королевского географического общества. Она рассматривала вопрос со всех точек зрения и убедительно доказывала всю абсурдность затеянного предприятия. Из этой статьи следовало, что все окажется против путешественника, и люди, и стихия. Успешно преодолеть все преграды можно лишь при том условии, если будет иметь место совершенно чудесная согласованность часов прибытия и отправления поездов и пароходов который не существует и не может существовать. Пожалуй, в Европе, где расстояния не так уж велики, можно еще рассчитывать на точное отправление и прибытие поездов. Но разве можно основывать выполнение подобного предприятия на точном соблюдении расписания? Разве можно надеяться пересечь в три дня Индию и в семь дней Соединенные Штаты? Поломки машин, крушения, столкновения, ненасти, снежные заносы не окажется ли все это против Флясов Фога? А путешествие зимой на пакетботе, не будет ли он во власти ветров и туманов? И разве редки случаи, когда даже самые быстроходные суда океанских линий опаздывают на 2-3 дня? А ведь достаточно одного опоздания, только одного, и вся последовательность маршрута будет непоправимо нарушена. Если Филиас Фок опоздает к отплытию пакетбота хотя бы на несколько часов, он будет вынужден дожидаться следующего, и его дальнейшее путешествие потеряет всякий смысл. Статья наделала много шума. Почти все газеты перепечатали ее, и акции Филиаса Фога сильно упали. В первые дни после отъезда нашего джентльмена возможный исход его предприятия стал предметом крупных пари. Всем известно, что представляют собой в Англии любители пари. Люди куда более умные и возвышенные, чем обыкновенные игроки. Держать пари – это черта английского характера. Вот почему не только члены реформ-клуба ставили крупные ставки за и против филиазов Фога, но и рядовая публика приняла участие в этой игре. Словно беговая лошадь, филиас Фог был внесен в своеобразный список чистокровных рысаков. Он оказался ценностью, которая тотчас же стала котироваться на лондонской бирже. Филиазов Фога покупали и продавали за наличные или в кредит. Он был объектом крупных сделок. Но спустя пять дней после его отъезда, когда появилась статья в известиях Королевского географического общества, Началось усиленное предложение Филиаса Фога. Он падал в цене. Его предлагали просто пачками. Сначала против него ставили по 5 или по 10, но затем уже по 20, по 50 или по 100 против одного. Но один верный сторонник у него остался то был разбитый параличом старый лорд Олбермель. Достопочтенный джентльмен, прикованный к креслу, отдал бы все свое состояние, чтобы объехать вокруг света хоть в 10 лет. Он поставил за Филиаса Фога 5000 фунтов стерлингов. И когда ему указывали не только на вздорность, но и на бесполезность этой затеи, он неизменно отвечал. Если такое путешествие осуществимо, то пусть англичанин первым и совершит его. Итак, число сторонников Филиаза Фога все больше и больше таяло. Все не без основания ставили против него. Теперь пари против Фога заключались из расчета полтораста или двести против одного. А через семь дней после отъезда нашего джентльмена одно совершенно неожиданное событие привело к тому, что он и вовсе перестал котироваться. В тот день, в 9 часов вечера, директор лондонской полиции получил по телеграфу следующую депешу. Из Суэца в Лондон. Роуэну, директору полиции, центральное управление, Скотланд Плейс. Я преследую вора, обокравшего английский банк. Это Филиас Фок. Безотлагательно вышлите ордер на арест в Бомбей, Британская Индия. Фикс ⁇ полицейский агент. Депеша это произвела немедленный эффект. Почтенный джентльмен исчез, уступив место жулику, похитившему банковые билеты. Его фотография, хранившаяся в реформ-клубе, вместе с портретами всех его коллег, была тщательно изучена. Она в точности воспроизводила человека, приметы которого были установлены следствием. Всем припомнился таинственный образ жизни Филяза Фога, его склонность к уединению, его внезапный отъезд, и тогда стало очевидным, что этот человек под предлогом кругосветного путешествия, прикрываясь сумасбродным пари, стремился к одному — сбить с толку агентов английской полиции. глава 6, в которой сыщик Фикс проявляет вполне законное нетерпение. Депеша, касающаяся Филиаса Фога, была послана при следующих обстоятельствах. В среду, 9 октября, к 11 часам утра в Суэце ожидался пакет-бот «Монголия» компании Peninsular энд Ориенталь». Это был железный винтовой пароход со спардеком, воловой вместимостью в 2800 тонн и номинальной мощностью в 500 лошадиных сил. Монголия совершала регулярные рейсы между Бриндизи и Бомбеем через Суэцкий канал. Это было одно из наиболее быстроходных судов компании и оно всегда превышало свою официальную часовую скорость, которая была установлена в 10 миль на отрезке пути между Бриндизи и Суэцем и в 9,53 мили между Суэцем и Бомбеем. В ожидании прибытия Монголии по набережной прогуливались два человека. Они расхаживали в толпе среди местных жителей и иностранцев, нахлынувших в этот город. Еще недавно небольшое местечко, которому великое творение господина Лесепса обеспечило большую будущность. Один из них был консулом Соединенного Королевства Суэца. Несмотря на мрачные предположения британского правительства и зловещие предсказания инженера Стивенсона, он каждый день мог видеть на канале английские суда, вдвое сокращавший таким образом путь из Англии в Индию, который прежде шел мимо мыса Доброй надежды. Другой был человек небольшого роста, худощавый, с нервным довольно умным лицом и сурово нахмуренными бровями. Сквозь его длинные ресницы блестели живые глаза, которым он умел по желанию придавать безразличное выражение. В эту минуту он проявлял заметное нетерпение и беспокойно расхаживал взад и вперед по набережной. Человека этого звали Фикс. Он был одним из тех детективов или агентов английской полиции, которые были разосланы в различные порты после кражи в английском банке. Фикс должен был тщательно наблюдать за путешественниками, проезжающими через Суэц, и если бы какой-нибудь из них показался ему подозрительным, следовать за ним в ожидании получения ордера на арест. И вот два дня назад Фикс получил от директора лондонской полиции приметы предполагаемого вора, того почтенного, хорошо одетого джентльмена, который был замечен в платежном зале банка в день кражи. Вполне понятно, что прельщенный большой наградой, обещанной за поимку вора, сыщик с нетерпением ожидал прибытия Монголии. «Вы утверждаете, господин консул, что этот пароход не может опоздать?» — в десятый раз спрашивал он. «Не может, господин Фикс», — отвечал консул. «Он вчера находился вблизи порт Саида, а оставшиеся 160 километров по каналу для такого судна сущие пустяки. Говорю вам, Монголия всегда получает премию в 25 фунтов, которые правительство выдает за каждый выигранный против расписания сутки. «Этот пакетбот следует прямо из Бриндизи?» – спросил Фикс. «Из самого Бриндизи, где он забирает почту для Индии. Оттуда он вышел в субботу в 5 часов дня. Так что вооружитесь терпением, он не может запоздать. Но я право не понимаю, как вам удастся на основании полученных примет узнать вора, если он находится на борту Монголии? Господин консул, отвечал Фикс, этих людей не узнаешь, а чуешь. Надо иметь особый нюх, чутье, которому помогают слух, зрение и обоняние. За свою жизнь я арестовал немало подобных джентльменов, а если только наш вор сейчас на борту парохода, он, ручаюсь, вам не ускользнет. Из моих рук. Я был бы очень рад, мистер Фикс, так как дело касается крупной кражи. Кражи великолепной, с восторгом ответил агент. Пятьдесят пять тысяч фунтов. Нам не часто попадаются такие случаи. Вор нынче мельчает. Порода шипардов хереет. Теперь идут на виселицу из-за нескольких шиллингов, — Мистер Фикс, ответил консул. Вы говорите так убедительно, что я от всего сердца желаю вам удачи. Но повторяю снова, боюсь, что при создавшихся условиях это трудное дело. Знаете ли, ведь согласно полученным вами приметам, вор этот вполне походит на честного человека. — Господин консул, — наставительно произнес полицейский инспектор, — крупные воры всегда походят на честных людей. Вы отлично понимаете, что тому, кто похож на мошенника, не остается ничего другого, как быть честным человеком. Иначе его тотчас же арестуют. За честными-то физиономиями и надо следить в первую очередь. Работа трудная, я согласен, это скорее искусство, чем ремесло. Отсюда ясно, что выше упомянутый Фикс не был лишен известной доли самомнения. Между тем, набережная понемногу оживала. Моряки разных национальностей, коммерсанты, маклеры, носильщики, филлахи толпились у пристани. Чувствовалось, что пакет бот вот-вот прибудет. Погода стояла довольно хорошая, но холодная. Дул восточный ветер. Несколько минаретов вырисовывалось над городом в бледных лучах солнца. Мол длиной в две тысячи метров, словно рука, тянулся на юг вдоль Рейда Суэца. По поверхности Красного моря скользило несколько рыбачьих и каботажных судов. Некоторые из них сохраняли в своих очертаниях изящные пропорции античной галеры. Бродя в толпе, Фиг, следуя профессиональной привычке, быстрым взглядом окидывал каждого прохожего. Было половина одиннадцатого. «Однако этот пакетбот не придет!» — воскликнул он, услышав бой портовых часов. «Он уже близко!» — ответил консул. Сколько времени простоит он в Суэце? Спросил Фикс. Четыре часа. Время необходимое для погрузки угля. От Суэца до Адена, находящегося на другом конце Красного моря, 1310 миль. Так что ему следует запастись топливом. А из Суэца судно направляется прямо в Бомбей? Спросил Фикс. Да, прямым рейсом. В таком случае, если вор избрал этот путь и это судно, то, несомненно, он должен рассчитывать высадиться в Суэце, чтобы достичь голландских или французских владений в Азии. Он должен хорошо понимать, что Индия ⁇ британская колония, и там он не будет находиться в безопасности. Да, конечно, если только он не мастер своего дела, заметил консул. Как вы сами знаете, английскому преступнику куда легче укрыться в Лондоне, чем за границей? После этих слов, заставивших сыщика серьезно задуматься, консул вернулся к себе. Британское консульство находилось неподалеку от набережной. Оставшись один, полицейский инспектор окончательно поддался нервному возбуждению. У него было странное предчувствие, что вор должен находиться именно на борту Монголии. И действительно, если бы этот мошенник покинул Англию с намерением добраться до нового света, то путь через Индию менее охраняемый и труднее подающийся наблюдению, чем путь через Атлантический океан, должен был привлечь его внимание. Но Фикс недолго предавался размышлениям. Громкие гудки возвестили о прибытии пакетбота. Ватага насильщиков и филлахов, грозя неприкосновенности боков и одежды публики, ринулась к пристани. Несколько лодок отчалили от пристани и направились навстречу Монголии. Вскоре меж берегов канала показался гигантский корпус Монголии, и когда часы пробили 11, пароход с шумом и свистом выпуская пары стал на рейд. На борту парохода находилось довольно много пассажиров. Некоторые из них остались на палубе, чтобы полюбоваться живописной панорамой города. Но большинство спустилось в шлюпки, окружившие Монголию со всех сторон. Фикс самым тщательным образом изучал каждого пассажира, сходившего на берег. В эту минуту один из пассажиров, решительно расталкивая филахов, пристававших к нему с предложением услуг, приблизился к сыщику и вежливо попросил указать местонахождение британского консульства. При этом он показал паспорт, на котором без сомнения хотел поставить британскую визу. Фикс безотчетно взял паспорт и бросил быстрый взгляд на приметы владельца. Он с трудом удержал невольное движение радости. Листок задрожал в его руке. Приметы, указанные в паспорте, совпадали с теми, который он получил от начальника лондонской полиции. Это не ваш паспорт? Спросил он пассажира. Нет? Ответил тот. Это паспорт моего господина. А где ваш господин? Остался на пароходе. Но он должен сам явиться в консульство, заявил агент, чтобы его личность можно было удостоверить. Как? Разве это необходимо? Совершенно необходимо. А где помещается консульство? Вон там, на углу площади. — ответил сыщик, показывая на дом, стоявший не дальше двухсот шагов. — Ну, тогда мне придется пойти за моим господином, хотя он и не любит, чтобы его беспокоили. Пассажир раскланялся с фиксом и вернулся на пароход. — 7, который лишний раз свидетельствует о бесполезности паспортов в делах полиции. Инспектор полиции покинул набережную и быстрым шагом направился к консульству. Там он потребовал, чтобы его немедленно провели к консулу, господин консул, начал он без всяких предисловий. Я сильно подозреваю, что наш вор на борту Монголии. И Фикс передал свой разговор со слугой по поводу паспорта. Очень хорошо, мистер Фикс, ответил консул, я не прочь видеть физиономию этого мошенника. Но он, может быть, и не придет ко мне, если он действительно тот, за кого вы его принимаете. Воры не любят оставлять за собою следы, да к тому же формальность с паспортами теперь не обязательно. Господин консул, ответил агент. Если этот человек умный, как и следует предполагать, он придет. Визировать свой паспорт? Да. Паспорта для того и устроены, чтобы мешать честным людям и помогать мошенникам. Я уверен, что его паспорт в порядке, но надеюсь, вы откажете ему в визе. Но почему? Если паспорт в порядке, ответил консул, я не вправе отказать в визе. А между тем, господин консул, было бы очень хорошо задержать здесь этого человека, пока я не получу из Лондона ордер на его арест. — Ну, это, мистер Фикс, уж ваше дело, — ответил консул. — Но я не могу... Консул не успел закончить фразы. В дверь постучали, и клерк ввел в кабинет двух иностранцев, один из которых был тем самым слугой, что разговаривал с сыщиком. Это действительно были господин и слуга. Господин предъявил свой паспорт и немногословно попросил консула завизировать его. Тот взял паспорт и стал внимательно изучать его, в то время как Фикс из угла кабинета рассматривал, или вернее, пожирал глазами незнакомца. Кончив читать, консул спросил. «Вы Фляс Фок Эксхвайр?» «Да, сударь», — ответил джентльмен. «А этот человек ваш слуга?» «Да, француз, по имени Паспорту». «Вы прибыли из Лондона?» «Да». «И направляетесь в Бомбей?» «Прекрасно, суды. Вам известно, что формальность с визой не обязательна, и мы не требуем больше предъявления паспорта». «Я это знаю, сударь», — ответил Филиас Фок. «Но хочу на основании вашей визы засвидетельствовать свой проезд через Суэц». «Извольте, сударь». Консул поставил в паспорте свою подпись и дату, затем приложил печать. Мистер Фок оплатил положенный сбор и, холодно раскланившись, вышел в сопровождение слуги. «Ну как?» – спросил Фикс. «Что ж, у него наружность вполне порядочного человека». «Возможно», – ответил Фикс. «Но не в этом дело. Не кажется ли вам, господин консул, что этот флегматичный джентльмен точь в точь походит на вора, приметы которого я получил. Согласен. Но ведь вы знаете приметы. Ну, в этом я разберусь. Мне кажется, что слуга не так непроницаем, как его господин, ответил Фикс. К тому же он француз и не сумеет удержаться, чтобы не поговорить. До свидания, господин консул. Сказав это, агент вышел и пустился на поиски паспорту. Тем временем мистер Фок, покинув здание консульства, направился на набережную. Там он отдал несколько приказаний своему слуге, затем сел в лодку, вернулся на Монголию и прошел к себе в каюту. Здесь он вынул записную книжку, в которой уже было записано следующее. «Выехал из Лондона в среду, 2 октября, 8 часов 45 минут вечера. Прибыл в Париж в четверг, 3 октября, в 7 часов 20 минут утра». Выехал из Парижа в четверг, 3 октября, 8 часов 40 минут утра. Прибыл через Монсенес в Турин в пятницу, 4 октября, в 6 часов 35 минут утра. Выехал из Турина в пятницу в 7 часов 20 минут утра. Прибыл в Бриндизе в субботу, 5 октября, в 4 часа дня. Сел на Монголию в субботу в 5 часов вечера. Прибыл в Суэц в среду, 9 октября, в 11 часов утра. Всего израсходовано 158,5 с половиной часов или 6,5 с половиной суток. Мистер Фок внес все эти даты в маршрут, разграфленный на колонки, в которых, начиная со 2 октября по 21 декабря, были вписаны названия месяца, число и день недели предполагаемого прибытия и оставлено место для указания даты действительного прибытия во все главнейшие пункты. Париж, Бриндизи, Суэц, Бомбей, Калькуту, Сингапур, Гонконг и Окагаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ливерпуль, Лондон. Это позволяло вычислить выигрыш или потерю во времени на каждом участке пути. Методически размеченный маршрут давал возможность мистеру Фогу в любое время проверить, опаздывает ли он или опережает расписание. В этот день, в среду, 9 октября, он записал свое прибытие в Суэц, куда приехал точно по расписанию. До сих пор у него не было ни потери, ни выигрыша во времени. Затем он приказал подать себе завтрак в каюту. Что касается осмотра города, то об этом он даже и не подумал, ибо принадлежал к породе англичан, предоставляющих своим слугам осматривать страны, через которые они проезжают. глава 8, в которой паспорту говорит, пожалуй, несколько больше того, чем следовало. В скором времени Фикс нашел паспорту, который прохаживался по набережной, глазея в свое удовольствие по сторонам и удивляясь всему виденному. Ну как, дружище? спросил его Фикс. Ваше дело с паспортом улажено? Ах, это вы, сударь! — ответил француз. «Очень благодарен. У нас все в порядке». «И теперь вы осматриваете местность». «Да, но мы едем так быстро, что кажется, будто путешествуешь во сне. Значит, мы сейчас в Суэце». «В Суэце?» Нет. «В Египте?» «В Египте, разумеется». «То есть в Африке?» «В Африке». Ой, «В Африке», — повторил паспорту. Вот ни за что бы не поверил, а? Вы только подумайте, я и не помышлял ехать дальше Парижа, этой знаменитой столицы, которую мне удалось на сей раз повидать только между семью часами двадцатью минутами и восьмью часами сорока минутами утра по пути с северного вокзала на Леонске, да и то сквозь мокрые от дождя стекла кареты. Ах жаль, ах жаль мне так бы хотелось еще раз побывать на кладбище Перла Шес и в цирке на Елисейских полях. — Так значит, вы сильно спешили? — спросил полицейский инспектор. — Я-то нет. Это все мой господин. Кстати, мне нужно еще купить сорочки и носки, ведь мы выехали без вещей, с одним лишь ручным саквояжем. — Я могу вас проводить на базар, где вы найдете все, что нужно. — Право, вы очень любезны, сударь ответил паспорту. Оба отправились в путь. Паспорту продолжал болтать. Только бы мне не опоздать на пароход, беспокоился он. У вас еще много времени, ответил Фикс. Сейчас только полдень. Паспорту извлек свои громадные часы. Как полдень? воскликнул он. Сейчас только 9 часов 52 минуты. Ваши часы отстают, заметил Фикс. Мои часы? Наши фамильные часы, которые мне достались от прадедушки? Да они не ошибаются и на пять минут в год. Это настоящий хронометр. А, я понимаю, в чем дело, сказал Фикс. У вас все еще лондонское время. Оно отстает от здешнего приблизительно на два часа. Вам следует в каждой стране переводить часы на местное время. Мне переводить часы? Воскликнул паспорту. Никогда! «Но тогда они не будут соответствовать солнцу». ну тем хуже для солнца. Значит, оно ошибается». И честный малый с гордым видом опустил часы в карман. Помолчав немного, Фикс снова спросил. «Значит, вы покинули Лондон весьма поспешно». «Еще бы. В прошлую среду мистер Фок, вопреки своим привычкам, вернулся из клуба в восемь часов вечера» и три четверти часа спустя мы уже двинулись в путь. Куда же направляется ваш господин? Все вперед и вперед. Он едет вокруг света. — Вокруг света? — вскричал Фикс. — Да, в восемьдесят дней. Он говорит, что это пари. Но между нами, говоря, я не верю. Ведь это сущая бессмыслица. Здесь кроется что? Что-то -то другое. Он, верно, оригинал, ваш, мистер Фок. Я тоже так думаю. Вероятно, богат. Очевидно, ведь мы везем с собой кругленькую сумму навехоньками банковыми билетами. В расходах не стесняемся. Судите сами, он обещал славную премию механику Монголии, если мы придем в Бомбей раньше срока. А вы. Давно знаете своего господина. Я-то? переспросил паспорту. Да я поступил к нему в самый день отъезда. Легко понять, какое впечатление произвели эти ответы на и без того уже возбужденное воображение инспектора полиции. Этот поспешный отъезд из Лондона вскоре после кражи крупная сумма, которую человек везет с собою, стремление достичь отдаленных стран под предлогом необыкновенного пари, все это должно было утвердить и утверждало Фикса в его предположениях. Из дальнейшего разговора с французом он убедился, что слуга совершенно не знает своего господина, что тот жил в Лондоне уединенно и, как говорят, был богат, хотя источник его богатства Никому не известен, что этот человек непроницаемый и так далее. С другой стороны, Фикс убедился, что Филиас Фок не высадился в Суэции и действительно направляется в Бомбей. А далеко отсюда Бомбей? – спросил паспорту. Порядочно, ответил агент. Вам придется еще дней десять ехать морем. А где он, этот Бомбей? В Индии. В Азии? Конечно. Черт возьми, а? Знаете, меня мучит одна вещь. Мой рожок. Какой рожок? Да газовый рожок, который я позабыл завернуть и который горит теперь за мой счет. Вот я посчитал, что газу сгорает в сутки на два шиллинга. То есть как раз на 6 пенсов больше того, что я получаю в день. Если путешествие затянется, то вы сами понимаете... Понял ли Фикс, все обстоятельства, связанные с газовым рожком? Вряд ли. Он больше не слушал, он обдумывал план. Француз и он пришли на базар. Фикс оставил своего спутника делать покупки, порекомендовав ему не опоздать к отплытию Монголии, сам же поспешно вернулся в консульство. Придя к определенному решению, Фикс вновь обрел свое хладнокровие. «Господин консул», — сказал он, у меня больше нет сомнений. Молодчик у нас в руках. Он хочет сойти за чудака, который намерен объехать вокруг света 80 дней. В таком случае это ловкий пройдоха, заметил консул. Он рассчитывает вернуться в Лондон, сбив с толку полицию двух континентов. «Но это мы еще посмотрим», — ответил Фикс. «Но не ошибаетесь ли вы?» — переспросил консул. «Нет», не ошибаюсь. Тогда зачем этот вор вздумал зарегистрировать свой проезд через Суэц? Зачем? Хм, я и сам не знаю, ответил Сыщик. Ну вот, послушайте. И в нескольких словах он передал консулу свой разговор со слугой пресловутого мистера Фога. В самом деле, заметил консул. Все говорит против этого человека. Что же вы собираетесь сделать? Отправить Депешу в Лондон, чтобы незамедлительно прислали ордер на его арест в Бомбей. А самому сесть на Монголию и следовать за вором до Индии. И там, на британской территории, вежливо подойти с ордером в руках и взять его за плечо. Хладнокровно высказав все это, агент распрощался с консулом и отправился на телеграф. Отсюда он и послал начальнику полиции уже известную нам депешу. Четверть часа спустя Фикс с легким чемоданом в руках, но с солидным запасом денег, вступил на палубу Монголии и вскоре быстрый пакетбот уже несся по водам Красного моря. которой Красное море и Индийский океан благоприятствуют планам мистера Филиаса Фога. Расстояние между Суэцем и Аденом составляет ровно 1310 миль. По условиям договора с компанией пароходы должны проходить этот путь за 138 часов. Монголия, котлы которой работали с полной нагрузкой, шла, рассчитывая прибыть в Аден раньше установленного срока. Большинство пассажиров, севших в Бриндизи, ехало в Индию. Одни направлялись в Бомбей, другие в Калькуту, но также через Бомбей, ибо с тех пор, как железная дорога пересекла во всю ширину полуостров Индостан, не было больше необходимости огибать Цейлон среди пассажиров в монголии находилось много гражданских чиновников и офицеров всех рангов одни из них служили в собственно британской армии другие командовали туземными войсками сипаев те и другие продолжали получать громадные оклады даже в описываемое время когда права и обязанности ост индийской компании перешли к государству. Младшие лейтенанты получали 7 тысяч франков, бригадиры – 60 тысяч, генералы – 100 тысяч. В общем, на борту Монголии жилось неплохо. К обществу чиновников присоединилось несколько обладателей миллионных состояний, молодых англичан, вздумавших основать новые торговые предприятия. Казначей, доверенное лицо компании, по должности занимавшей положение почти равное капитану, Устроил все на славу. За утренним завтраком, за Ленчем, за обедом и ужином столы ломились от мясных блюд и закусок, приготовляемых на судовой кухне. Пассажирки их было несколько, по два раза в день меняли туалеты, слушали музыку и, когда позволяло море, даже танцевали. Но Красное море, как все длинные и узкие заливы, было капризно и часто неспокойно. Когда ветер дул со стороны Азии или от берегов Африки, Монголию, напоминавшую длинное веретено, снабженное винтом, отчаянно качало. Тогда дамы укрывались в каютах, музыка замолкала, пение и танцы прекращались. Между тем, несмотря на качку, несмотря на шквал, пакетбот, движимый своей мощной машиной, не замедляя хода, несся к баб эль проливу. Что же делал в это время Филиас Фок? Быть может, взволнованный и беспокойный, он следил за сменой ветров, мешавших движению судна, или за бурными волнами, грозившими поломать машину, или, наконец, представлял себе всевозможные аварии, которые могли заставить Монголию зайти в какой-нибудь порт и нанести этим непоправимый ущерб его путешествию. Ничуть не бывало. Во всяком случае, если этот джентльмен и помышлял о подобных неожиданностях, он никак этого не выказывал. Он неизменно оставался все тем же бесстрастным человеком, все тем же невозмутимым членом реформ клуба которого не могли застать врасплох никакие происшествия или несчастные случаи. Он казался не более возбужденным, чем судовой хронометр. Он редко показывался на палубе. Он мало интересовался Красным морем, столь прославленным событиями первых веков истории человечества. Он не выходил полюбоваться городами, разбросанными по берегам моря, живописные силуэты которых порою вырисовывались на горизонте. Он даже и не думал об опасностях этого арабского залива, о котором историки древности Страбон, Ариан, Артемидор, Эдриси упоминают не иначе, как с ужасом, и в которой мореплаватели отваживались некогда проникать, лишь обезопасив себя искупительными жертвоприношениями. Что же делал этот оригинал во время своего пребывания на Монголии? Прежде всего он четыре раза на дню принимал пищу, причем ни боковая, ни килевая качка не могла помешать работе его организма. Это превосходно налаженные машины. Затем он играл в вист. Да, он нашел партнеров, таких же азартных, как и он сам. То были сборщик податей, возвращавшийся к себе в Гоа, священник преподобный Дециму Смит, направлявшийся в Бомбей и бригадный генерал британской армии, спешивший к своему корпусу, расквартированному в Бинарисе. Три этих пассажира питали к Висту такую же страсть, как и мистер Фок, и подобно ему молчаливые и сосредоточенные, они проводили целые часы за картами. Что касается паспорту, то он ничуть не страдал от морской болезни. Он занимал отдельную каюту в носовой части судна и так же, как и его господин, питался на славу. Нельзя сказать, чтобы путешествие в подобных условиях ему не нравилось. Но он начал находить вкус в этой жизни. Хорошая пища, удобное помещение, новые страны. К тому же он был совершенно уверен, что вся эта затея кончится в Бомбее. На другой день, после отплытия из Суэца 10 октября утром, он не без удовольствия увидел на палубе того самого обходительного человека, к которому обратился на набережной по прибытии в Египет. Если я не ошибаюсь, обратился к нему паспорту с самой любезной улыбкой. Это вы, сударь, с такой готовностью служили мне гидом в Суэце? А ведь правда, ответил сыщик. Теперь и я вас узнал. Вы слуга того самого чудака англичанина. Вот именно, мистер Фикс. Мистер Фикс, рад вас встретить на корабле. Далеко едете? Так же как и вы в Бомбей. Тем лучше. Скажите, вам уже случалось когда-нибудь проделывать этот путь? Несколько раз, ответил Фикс. Я агент компании Пинетцюллер. В таком случае вы знаете Индию? «М да, процедил сыщик, который не хотел слишком много говорить. Что ж, любопытная страна это Индия? Хм, чрезвычайно любопытная. Мечети, минареты храмы, факиры, пагоды, тигры, змеи, боедерки. Надо надеяться, у вас будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с этой страной. Надеюсь, мистер Фикс. Судите сами, не станет же человек в здравом уме всю жизнь перескакивать с парохода на поезд и с поезда на проход под тем предлогом, что он совершает кругосветное путешествие в 80 дней. Ха -ха. Нет, можете не сомневаться, Вся эта сумасшедшая гонка окончится в Бомбее. — А как себя чувствует мистер Фок? — самым естественным тоном спросил Фикс. — Великолепно. Как и я, впрочем. Ем, как проголодавшийся людоед. Вот что значит морской воздух. — Я что-то ни разу не видел вашего господина на палубе. — Да он никогда не выходит. Он нелюбознателен. А не кажется ли вам, господин Паспорту, что за этим пресловутым кругосветным путешествием скрывается какое-нибудь секретное поручение? Ну, скажем, дипломатическое. Право же, мистер Фикс, я ничего об этом не знаю, и, откровенно говоря, не дал бы и полкроны, чтобы узнать. После этой встречи Паспорту и Фикс часто беседовали друг с другом. Полицейский инспектор всячески стремился сблизиться со слугой мистера Фога. Это могло ему при случае пригодиться, поэтому он нередко приглашал паспорту в бар Монголии и угощал его там стаканчиком виски или кружкой Эле. Наш приятель принимал это без всякой церемонии и, не желая оставаться в долгу, в свою очередь угощал мистера Фикса, которого находил весьма симпатичным джентльменом. Между тем, пакетбот быстро двигался вперед. 13 октября уже показались окрестности города Мокко, окруженного полуразвалившимися стенами, над которыми возвышались зеленеющие фиковые пальмы. А вдалеке на склонах гор раскинулись обширные плантации кофейных деревьев. Паспорту с восхищением разглядывал этот знаменитый город – он находил, что кольцо полуразрушенных стен и развалины башни делали его похожим на огромную кофейную чашку. Следующей ночью Монголия пересекла Баб-эль-Мандепский пролив, что по-арабски значит «врата слез», а на другой день 14-го судно остановилось в гавани Стимерпоинт в северо-западной части Аданского рейда. Здесь пароход должен был вновь пополнить запасы топлива. Обеспечение топливом пароходных котлов в местах, отдаленных от его добычи, важная и сложная задача. Одна лишь компания Peninsuler ежегодно расходует на эти цели 800 тысяч фунтов стерлингов, 20 миллионов франков. Для этого приходится устраивать специальные склады в различных далеких портах. И цена угля возрастает до 80 франков за тонну. Монголии предстояло пройти до Бомбеи еще 1650 миль, и чтобы набить свои бункеры, ей надо было задержаться на 4 часа в Стимерпойнте. Но эта задержка ни в коей мере не могла отразиться на планах Филиаса Фога. Она была предусмотрена. К тому же вместо утра 15 октября Монголия прибыла в Аден 14 вечером. Следовательно, уже имелся выигрыш в 15 часов. Мистер Фок и его слуга сошли на берег. Джентльмен отправился визировать свой паспорт. Фикс незаметно последовал за ним. Когда формальность визы была выполнена, Филиас Фок вернулся на корабль, чтобы продолжить прерванную партию вист. Паспорту по обыкновению разгуливал среди толпы сомалийцев, банианов, парсов, евреев, арабов, и европейцев, из которых состояло 25-тысячное население Адана. Он любовался укреплениями, превращающими этот город в Гибралтар Индийского океана, осматривал великолепные водоемы, которые обслуживаются английскими инженерами 2000 лет спустя, после инженеров царя Соломона. Любопытно! Любопытно! думал паспорту, возвращаясь на пароход. Я теперь вижу, что путешествие – вещь не бесполезная, если хочешь увидеть что-нибудь новенькое. В 6 часов вечера Монголия, рассекая лопастями винта волны Аденского рейда, вышла в Индийский океан. Ей полагалось за 168 асов покрыть расстояние между Аденом и Бомбеем. Впрочем, Индийский океан ей благоприятствовал. Дул все время северо-западный ветер, Паруса пришли на помощь пару. Приобретя большую устойчивость, судно меньше подвергалось качке. Дамы в свежих туалетах вновь показались на палубе. Опять послышалось пение, начались танцы. Словом, путешествие проходило в превосходных условиях. Паспорту был восхищение от любезного попутчика, которого в лице Фикса послал ему случай. К полудню воскресенья 20 октября показался Индийский берег. Два часа спустя на палубу Монголии поднялся лоцман. На горизонте на фоне неба вырисовывались мягкие очертания далеких холмов. Затем явственнее выступили ряды пальм, в которых утопал город. Пакетбот вошел на рейд, образованный островами Салсет, Калаба, Элефанта, Бачер и в половине пятого Причалил к набережной Бомбее. Филиас Фок заканчивал в эту минуту свой 33-й робер, во время которого ему и его партнеру благодаря смелому маневру удалось взять 30 взяток и закончить это прекрасное путешествие большим шлемом. Монголия должна была прийти в Бомбей только 22 октября. В действительности она пришла 20. -го. Следовательно, начиная с момента отъезда из Лондона, накопился выигрыш в два дня, который Филиас Фок методически записал в свой маршрут в графу прибылей. Глава 10, в которой паспорту весьма счастлив, что отделался потерей одной только обуви. Всем известно, что Индия – это огромный треугольник, вершина которого обращена на юг, а основание – на север. Обладает территорией в 1 миллион 400 тысяч квадратных миль, неравномерно заселенной 180 миллионами жителей. Британское правительство в ту пору фактически владела только частью этой громадной страны. Его представляли генерал-губернатор в Калькуте, губернаторы в Мадрасе, Бомбее, Бенгали и вице-губернатор в Агре. Но, собственно, Британская Индия занимала тогда площадь лишь в 700 тысяч квадратных миль с населением в 100 или 110 миллионов человек. Значительная часть территории Индии еще не была подчинена власти английской королевы. В некоторых отдаленных округах дикие и жестокие раджи еще пользовались полной независимостью. Начиная с 1756 года, когда первое английское поселение было основано на том месте, где ныне расположен город Мадрас, и до того времени, когда разразилось грандиозное восстание Сипаев, знаменитая Ост-Индийская компания была в этой стране всемогущей. Мало-помалу она прибирала к рукам различные провинции, покупая их у Раджей на условиях ежегодной ренты, которую выплачивала плохо или вовсе не выплачивала. Она сама назначала генерал-губернатора и всех военных и гражданских чиновников. Но в настоящее время компании больше не существует, и все английские владения в Индии подчинены непосредственно власти английской короны. Внешний вид, нравы, этнографические различия полуострова видоизменяются с каждым днем. В прежние времена путешествие по полуострову совершалось с помощью самых древних способов передвижения – пешком, верхом, в тележке, тачке, паланкине, карете, на спине человека и так далее. Теперь же пароходы с большой скоростью пробегают по Инду и Гангу, и железная дорога, пересекающая весь полуостров Индостан и разветвляющаяся в разных направлениях, соединяет Бомбей с Калькутой. Расстояние между ними поезд покрывает за три дня. Железнодорожная магистраль, пересекающая Индию, не представляет собой прямой линии. От Бомбея до Калькуты около 1100 миль. И поезд, обладающий средней скоростью, прошел бы это расстояние быстрее, чем в три дня. Но на деле это расстояние увеличивается, по крайней мере, на целую треть вследствие тех отклонений, которые делает железнодорожный путь, подымаясь на север Калахабаду. Вот наиболее значительные пункты Великой Индийской железной дороги. Покидая остров Бомбей, она проходит через Салсет, перебрасывается на материк напротив Тхана, пересекает горный хребет западных Гхат, поворачивает на северо-восток до Бурханпура, проходит по территории полунезависимого княжества Бундельхант, затем поднимается на север до Аллахабада, отклоняясь к востоку, спускается на юго-восток к Бурдвану и французскому городу Шендернагору и заканчивается у Калькуты. В половине пятого пассажиры Монголии высадились в Бомбее. Поезд на Калькуту отходил ровно в 8 часов вечера. Распрощавшись со своими партнерами, мистер Фок покинул пакетбот и дал своему слуге подробное распоряжение относительно некоторых покупок, не применув предупредить его, чтобы он непременно был на вокзале до 8 часов, а сам, размеренным шагом отбивавшим секунды, словно маятник астрономических часов, направился в паспортное бюро. Что касается достопримечательности Бомбея, ратуши, прекрасной библиотеки, фортов, доков, хлопкового рынка, базара, мечети, синагог, армянских церквей, великолепной пагоды Малабархил, украшенной двумя многоугольными башнями, то он и не подумал их осмотреть. Не взглянул он ни на чудесные образцы архитектуры в Элефанте, ни на таинственные подземелья в юго-восточной части гавани, ни на пещеры конхэри на острове Салсет — эти замечательные останки буддийского зодчества. Нет, он ничем не интересовался. Выйдя из паспортного бюро, Филиас Фокс спокойно прошел на вокзал и заказал обед. Среди прочих блюд метродотель счел нужным порекомендовать посетителю превосходное, как он выразился, фрикасе из местного кролика. Филесфок последовал совету и добросовестно отведал этого блюда. Несмотря на пряный соус, оно показалось ему отвратительным. Он звонком подозвал Метродаделя. «Сударь!» — сказал он, устремив на него пристальный взгляд. «По-вашему, это кролик?» «Да, милорд!» — нагло ответил Плут. «Это кролик джунглей!» «А это кролик не мяукал, когда его убивали?» «Мяукал?» Что вы, милорд, кролик, клянусь вам... Не клянитесь, холодно заметил мистер Фок. Лучше вспомните о тех временах, когда кошки в Индии считались священными животными. Хорошие тогда были времена. Для кошек, милорд? Пожалуй, и для путешественников. Сделав это замечание, мистер Фок продолжал спокойно обедать. Сыщик Фикс сошел с Монголии следом за мистером Фогом и поспешил к директору бомбейской полиции. Он предъявил свои документы и рассказал о возложенной на него обязанности, а также о том, что он обнаружил предполагаемого вора. Не получен ли из Лондона ордер на арест? Нет, ничего не получено. Впрочем, ордер, отправленный после отъезда Фога, и не мог еще прибыть в Бомбей. Фикс был сильно смущен. Он попытался добиться ордера на арест мистера Фога от начальника бомбейской полиции. Тот отказал. Дело касалось лондонской полиции, и только она одна могла выдать законное предписание на арест. Подобное строгое соблюдение законности прекрасно объясняется нравами самих англичан, которые весьма щепетильны в вопросах неприкосновенности человеческой личности и не допускают никаких посягательств на нее. Фикс больше не настаивал. Он понял, что должен покориться и ждать ордера. Но он решил не терять из виду этого непроницаемого мошенника во время его пребывания в Бомбее. Он не сомневался, что Филиас Фок здесь задержится. Таково же было, как мы знаем, и мнение паспорту, а за это время ордер успеет прибыть. Выслушав приказание, полученное от своего господина при высадке с Монголии, Паспорту понял, что в Бомбее произойдет то же самое, что в Суэции и в Париже, что путешествие здесь не закончится, а продлится по крайней мере до Калькуты, а может быть еще дальше. И он спросил себя: хм, а что, если мистер Фок держит пари не на шутку, и ему, Паспорту, который мечтал о спокойной жизни, в самом деле суждено объехать вокруг света? 80 дней. Купив сорочки и несколько пар носков паспорту тем временем прогуливался по улицам Бомбеи. Улицы были полны народа. Наряду с европейцами всех национальностей попадались персы в остроконечных колпаках, банианы в круглых тюрбанах, Сики в четыреугольных колпаках, армяне в долгополых халатах, парсы в высоких черных шапках. В тот день был праздник парсов или гебров, которые считают себя прямыми потомками последователей Заратустры. Это самые предприимчивые, самые цивилизованные, самые умные, самые суровые жители Индии. К их числу принадлежат ныне наиболее богатые негацианты, уроженцы Бомбея. Праздник этот представлял собой нечто вроде религиозного карнавала или шествия, сопровождавшегося различными зрелищами. В нем участвовали боедерки, закутанные в розовый газ, расшитые золотыми и серебряными узорами. Они с большим искусством и при этом вполне благопристойно танцевали под звуки скрипок и барабанов. Нечего и говорить, что паспорту смотрел на все эти любопытные церемонии, широко раскрыв глаза, словно малый ребенок. Все это было для него удивительно, все поражало его слух и зрение. К несчастью для него и для его господина, любопытство завлекло паспорту дальше, чем следовало. И это могло помешать Филиасу Фоку продолжить его путешествие. Насмотревшись вдоволь нашествия парцев, паспорту направился к вокзалу. На пути ему встретилась чудесная пагода Малабархил, и ему пришла в голову несчастная мысль осмотреть ее изнутри. Он не знал двух вещей, что, во-первых, вход в некоторые индусские пагоды христианам категорически запрещен, и во-вторых, что сами правоверные могут входить туда, лишь оставив свою обувь у порога. Здесь уместно заметить, что из чисто политических соображений английское правительство заставляет уважать вплоть до мельчайших особенностей верования индусов и сурово наказывает всякого, кто оскорбляет их религиозные чувства. Паспорту вошел в пагоду, не помышляя, что совершает преступление. Просто он, как турист, хотел полюбоваться внутренней отделкой Малабархила ослепительными украшениями храма, выполненными в стиле браминской архитектуры. И вдруг он был повержен на священной плиты пола, Три жреца с горящими яростью глазами набросились на паспорту, повалили и, сорвав с него ботинки и носки, принялись колотить его, испуская дикие вопли. Сильный и ловкий француз мгновенно вскочил. Ударом кулака и пинком ноги он шип с ног двух противников — запутавшихся в своих длинных одеяниях, стремительно выбежал из пагоды и вскоре оставил позади третьего преследователя, который гнался за ним, натравливая на него толпу. Без пяти восемь, всего лишь за несколько минут до отхода поезда, с непокрытой головой, босиком и без покупок, которые он растерял в свалке, по спорту прибежал на вокзал. Фикс был уже там, на перроне. Проследив мистера Фога до вокзала, он понял, что этот мошенник собирается покинуть Бомбей. Фикс тотчас же решил сопровождать его до Калькуты и, если понадобится, дальше. Паспорту не видел Фикса, державшегося в тени, но тот услышал, как француз коротко рассказал мистеру Фогу о своих приключениях. «Надеюсь, с вами этого больше не случится», — спокойно заметил Филиас Фог, занимая место в одном из вагонов поезда. Бедный малый в полном смущении босой молча поплелся за своим господином. Фикс уже собирался войти в соседний вагон, как вдруг его осенила новая мысль. «Нет», — сказал он себе, — «я останусь здесь. Преступление совершено на индийской территории. Молодчик теперь в моих руках». В это мгновение паровоз пронзительно засвистел, и поезд исчез в темноте ночи. Глава 11, в которой Филиас Фок покупает за баснословную цену животное для верховой езды. Поезд отошел точно в назначенный час. Среди его пассажиров было несколько офицеров, гражданских чиновников и торговцев опиумом и индика, которых дела призывали в восточную часть страны. Паспорту ехал в одном купе со своим господином. Против них поместился третий пассажир. Это был бригадный генерал, сэр Фрэнсис Кромарти. Один из партнеров мистера Фога во время переезда из Суэца в Бомбей. Теперь он направлялся к своим войсковым частям, расположенным в окрестностях Бинариса. Сэр Фрэнсис Кромарти, высокий блондин лет 50, весьма отличившийся во время последнего восстания Сипаев, с полным основанием мог считаться местным жителем. Он с юных лет жил в Индии, лишь изредка посещая родные места. Человек образованный, он охотно рассказал бы много интересного об обычаях, истории и государственном устройстве Индии, если бы Филиас Фок был человеком, которого такие вещи интересуют. Но наш джентльмен ни о чем не расспрашивал. Филиас Фок не путешествовал, он описывал окружность то было весомое тело, пробегавшее по орбите вокруг земного шара, следуя законам точной механики. В эту минуту мистер Фок как раз подсчитывал в уме количество часов, протекших со времени его отъезда из Лондона, и, несомненно, стал бы потирать от удовольствия руки, если бы подобное бесполезное движение было свойственно его натуре. Сэр Фрэнсис Кромарти уже разглядывал в своем попутчике оригинала, хотя и наблюдал его лишь за картами и в перерыве между двумя роберами. Он спрашивал себя, доступно ли душе Филиаса Фога красоты природы и высокие чувства, есть ли у него душевное устремление и бьется ли человеческое сердце под этой холодной оболочкой. Для него все это еще оставалось неясным. Ни один из оригиналов, которых бригадный генерал встречал в своей жизни, не походил на мистера Фога. – это порождение точных наук. Филиас Фок не скрывал от сэра Фрэнсиса Кромарти ни цели своего кругосветного путешествия, ни условий, которыми оно было обставлено. Бригадный генерал видел в этом пари лишь голое чудачество, без всякой благой и полезной цели, которой разумный человек должен руководствоваться во всех своих начинаниях. Затея этого странного джентльмена, очевидно, не могла принести никакой пользы ни ему, ни ближним. Через час после отъезда из Бомбея поезд, пройдя по мосту, пересек остров Салсет и вступил на материк. Миновав станцию Кальян, он оставил вправо железнодорожную ветку, которая через Кандалах и Пуну ведет на юго-восток Индии и вскоре достиг станции Пауэлл. Миновав этот пункт, он углубился в район западных хат, сильно разветвленного горного хребта с базальтовыми основаниями. Наиболее высокие вершины этих гор покрыты густым лесом. Время от времени сэр Фрэнсис Кромарти и Филиас Фок обменивались словами. Возобновляя то и дело прерывавшуюся беседу, бригадный генерал сказал. «А несколько лет назад вам, мистер Фок, в этом месте пришлось бы, вероятно, задержаться. И это нарушило бы ваш маршрут. — Почему, сэр Фрэнсис? — Потому что железная дорога останавливалась у подошвы этих гор, и далее приходилось продолжать путь в Паланкине или верхом до станции Кандалах, расположенной на противоположном склоне. — Подобная задержка нисколько не нарушила бы моих планов, — ответил мистер Фокк я предвидел возможность некоторых препятствий. — Кстати, мистер Фок, — заметил бригадный генерал, — вы рисковали попасть в очень скверную историю из-за похождений этого молодца. Паспорту, закутав ноги в дорожное одеяло, крепко спал, не подозревая, что разговор идет о нем. Английское правительство чрезвычайно сурово и с полным основанием карает подобные правонарушения оскорбляющие религиозные верования индусов», — продолжал генерал. «Если бы вашего слугу поймали...» «Что ж, если бы его поймали, сэр Фрэнсис», — ответил мистер Фок, — «его подвергли бы наказанию, по отбытии которого он спокойно бы вернулся на родину. Так что я не вижу, каким образом это могло меня задержать». На этом беседа прекратилась. За ночь поезд пересек хребет западных хат, прибыл в Носик, и утром 21 октября достиг относительно ровной местности в области Кхандайш. Среди хорошо обработанных полей виднелись небольшие селения, где минареты пагод заменяли колокольни европейских церквей. Многочисленные речки и ручьи, притоки или притоки притоков к доверии, орошали эту плодородную местность. Паспорту, проснувшись, смотрел в окно и не мог поверить, что он пересекает Индию в поезде Великой Индийской полуостровной железной дороги. Это казалось ему неправдоподобным. А между тем это было именно так. Управляемый английским машинистом паровоз, в топках которого пылал английский уголь, извергал облака дыма на лежавшие по обеим сторонам дороги плантации кофе, хлопка, мускатного ореха, гвоздичного дерева, красного перца. Струи, пары, спиралью обвивались вокруг пальм, между которыми вырисовывались живописные бунгала, виари, заброшенные монастыри и чудесные храмы, искусно украшенные прихотливым орнаментом, характерным для индийской архитектуры. Дальше до самого горизонта раскинулись громадные пространства джунглей, где водилось множество змей и тигров, пугавшихся грохота поезда. И, наконец, виднелись леса, вырубленные по обеим сторонам железной дороги. Там еще водились слоны, которые задумчивым взором провожали бешено мчавшийся состав. Утром, оставив в стороне станцию Малегаум, путешественники миновали эту зловещую местность, которую так часто обогряет кровью поклонники богини Калли. Неподалеку вставала Элора со своими замечательными пагодами. Она расположена вблизи знаменитого Аурангабада, некогда столицы свирепого Аурангзеба. Теперь это просто главный город одной из провинций, отрезанных от королевства Низам. Этой областью некогда управлял Ференгея, вождь Тугов, король душителей. Убийцы, объединенные им в неуловимое братство, душили в честь богини смерти людей всех возрастов, не проливая при этом ни капли крови. Было время, когда, копнув землю в любом месте, вы рисковали наткнуться на труп задушенного. Британскому правительству удалось в значительной степени положить конец этим убийствам, но ужасное сообщество тугов все же действует и поныне. В половине первого дня поезд остановился на станции Бурханпур, где паспорту сумел за огромные деньги раздобыть пару туземных туфель, расшитых фальшивым жемчугом, которые он надел с нескрываемым удовольствием. Путешественники наскоро позавтраков двинулись дальше, к станции Асургур. Путь некоторое время шел берегом реки Тапти, впадающей в Камбейский залив близ Сурата. Здесь будет уместно упомянуть о тех мыслях, которые бродили в голове паспорту. До приезда в Бомбей он думал и мог так думать, что именно в Бомбее вся эта затея и закончится. Но теперь, когда поезд на всех парах пересекал Индию, в сознании нашего молодца произошел переворот. Любовь к приключениям вновь проснулась в нем. В нем воскресла былая склонность к фантазированию. Он теперь всерьез принимал планы своего господина, поверил и в реальность кругосветного путешествия, и в то, что назначенный срок должен быть соблюден. Его уже беспокоила возможность опоздания, несчастных случаев, которые могут произойти в пути. Он почувствовал и себя заинтересованным в этом паре и дрожал при мысли, что накануне чуть было не испортил все дело своим непростительным ротозейством. Менее флегматичный, чем мистер Фок, он был более склонен к тревоге. Он считал и пересчитывал истекшие дни, проклинал остановки поезда, обвинял его в медлительности и про себя осуждал мистера Фога за то, что тот не пообещал премии машинисту. Наш славный малый не понимал того, что поезд не пакетбот, и скорость его строго регламентирована расписанием. К вечеру они углубились в ущелье Садпурских гор, разделяющих области Кандейш и Бундельханд. Утром 22 октября на вопрос сэра Фрэнсиса Кромарти, который час, паспорту, поглядев на свои часы, ответил «Три часа ночи». В действительности же эти замечательные часы, поставленные по гринвичскому меридиану, который проходит приблизительно на 77 градусов западнее, должны были отставать и отставали на 4 часа. Сэр Фрэнсис Кромарти, поставив свои часы по местному времени, сделал паспорту такое же замечание, как и Фикс. Он постарался объяснить ему, что часы надо переводить с каждым новым меридианом, и что двигаясь все время на восток, то есть навстречу солнцу, после каждого пройденного градуса дни становятся на 4 минуты короче. Но все было бесполезно. Понял или нет упрямый малый рассуждение бригадного генерала, неизвестно. Но во всяком случае он не перевел своих часов, и они по-прежнему продолжали показывать лондонское время. Впрочем, то была лишь невинная причуда, которая не могла никому повредить. В 8 часов утра поезд остановился в 15 милях от станции Роталь посреди широкой поляны, окруженный несколькими бунгало и хижинами рабочих кондуктор прошел вдоль вагонов повторяя пассажиры выходите пассажиры выходите филиас фок посмотрел на фрэнсиса кромарти который казалось не понимал чем объясняется неожиданная остановка на опушке леса среди тамариндовых деревьев и финиковых пальм паспорту не менее удивленный выскочил из вагона но тотчас же вернулся крича Железная дорога кончилась, сударь. Что вы хотите этим сказать? – спросил сэр Фрэнсис Кромарти. Я хочу сказать, что поезд дальше не пойдет. Бригадный генерал тотчас же вышел из вагона. Филиас Фок не спеша последовал за ним. Оба направились к кондуктору. Где мы находимся? – спросил сэр Фрэнсис Кромарти. В поселке Кольби, – ответил кондуктор. Мы здесь останавливаемся? Разумеется, железная дорога недостроена. Как недостроена? Нет, остается еще проложить отрезок пути миль в 50 до Лахабада, откуда линия продолжается дальше. Но ведь газеты объявили, что дорога полностью открыта. Что делать, господин генерал? Газеты ошиблись. А вы продаете билеты от Бомбеи до Калькуты. Продолжал сэр Фрэнсис Кромарти, который начал горячиться. Верно, ответил кондуктор. Но пассажиры знают, что от Кольби до Аллахабада им надо добираться собственными средствами. Сэр Фрэнсис Кромарти был взбешен. Паспорту охотно уложил бы на месте ни в чем не повинного кондуктора. Он не решался взглянуть на своего господина. Сэр Фрэнсис, спокойно сказал мистер Фок, если вам угодно, мы поищем какой-нибудь способ добраться до Аллахабада мистер Фок, эта задержка разрушает ваши планы?» «Нет, сэр Фрэнсис, она предусмотрена». «Как? Вы знали, что дорога...» «Отнюдь нет. Но я знал, что какое-нибудь препятствие рано или поздно встретится на моем пути. Ничего не потеряно. У меня в запасе два дня. Проход из Калькуты в Гонконг уходит 25-го в полдень. Сегодня только 22-е. Мы будем в Калькуте вовремя». Что можно было возразить, выслушав столь уверенный ответ? Работы по сооружению железной дороги действительно были прерваны в этом месте. Газеты, подобно часам, которые спешат, преждевременно сообщила об открытии линии. Большинство пассажиров знало об этом перерыве в железнодорожном пути. Сойдя с поезда, они быстро завладели всеми средствами передвижения, какими только располагал поселок. Четырехколесные телеги, пальки гори, Дорожные повозки, похожие на передвижные пагоды, паланкины, пони, все было разобрано. Мистер Фок и сэр Фрэнсис Кромарти, обыскав весь поселок, вернулись ни с чем. Я пойду пешком, сказал Филиас Фок. Паспорту, который в это время подошел к мистеру Фогу, состроил выразительную гримасу, посмотрев на свои великолепные, но малопригодные для ходьбы туфли. К счастью, он также ходил на разведку и теперь, несколько замявшись, объявил о своем открытии. «Сударь, я, кажется, нашел средство передвижения». «Какое?» «Слона. У индусы, который живет в шагах вста отсюда, есть слон». «Ну что ж, пойдем посмотрим слона», — ответил мистер Фокк. Пять минут спустя Филиас Фог, сэр Фрэнсис Кромарти и паспорту подошли к хижине, рядом с которой имелся загон, огороженный высоким чистоколом. В хижине жил индус, в загоне слон. По их просьбе, индус ввел мистера Фога и обеих его спутников в загон. Там они увидели почти ручное животное, которое хозяин тренировал как боевого слона, а не как вьючное животное. С этой целью он старался изменить мягкий от природы характер слона и довести его до состояния бешенства, называемого по-индийски «муч». Это достигается тем, что в продолжении трех месяцев слона кормят сахаром и маслом. Такой режим, казалось бы, не может дать ожидаемого результата, но тем не менее он с успехом применяется дрессировщиками слонов. К счастью для мистера Фога, слона лишь недавно начали подвергать подобной диете, и муч не давал еще себя чувствовать. Киуни, так звали слона, как и все его сородичи, обладал способностью быстро и долго ходить. За неимением другого верхового животного Филиас Фог решил воспользоваться слоном. Но слоны в Индии дороги, ибо их с каждым годом становится все меньше. Самцы, которые одни только годны для цирковых состязаний, считаются большой редкостью. Эти животные, будучи в неволе, далеко не всегда дают потомство, так что их можно раздобыть только охотой. Поэтому слонов в Индии тщательно оберегают, и когда мистер Фок попросил индуса уступить ему на прокат слона, тот на отрез отказался. Фок настаивал и предложил необычайную цену. 10 фунтов стерлингов в час отказ. 20 фунтов опять отказ. 40 фунтов снова отказ. Паспорту подпрыгивал при каждой надбавке, но индус не сдавался. Цена была очень хорошей. Если считать, что слон потратит 15 часов, чтобы дойти до Аллахабада, то он принесет своему хозяину сумму в 600 фунтов стерлингов. Филасфок, нисколько не горячась, предложил индусу продать слона и назвал для начала сумму в тысячу фунтов индус не хотел продавать вероятно плут предвкушал хорошую наживу сэр фрэнсис кромарти отозвал мистера Фога в сторону и посоветовал ему хорошенько подумать прежде чем добавлять цену Филиас Фок ответил своему спутнику, что не имеет привычки действовать необдуманно, что в конечном счете дело идет о пари в 20 тысяч фунтов, что слон ему необходим и что он приобретет его, даже если ему придется заплатить в 20 раз больше, чем тот стоит. Мистер Фок вернулся к индусу, чьи маленькие горевшие жадностью глаза ясно показывали, что дело только в цене. Филиас Фок предложил ему 1200 фунтов, затем полторы тысячи, потом 1800, наконец 2000. Паспорту обычно такой румяный был бледен от волнения. На двух тысячах индус сдался. «Клянусь моими туфлями!» — вскричал паспорту. «Это неплохая цена за слоновье мясо!» Сделка была заключена. Оставалось найти проводника. Это уже было легче. Молодой парс с умным лицом предложил свои услуги. Мистер Фокс согласился, пообещав ему такое вознаграждение, которое могло лишь удвоить его усердие. Слона вывели и тотчас же оседлали. Парс в совершенстве знал ремесло махута или карнака. Он покрыл спину слона чем-то вроде попоны и привесил с каждого бока по довольно-таки неудобной корзине. Филиас Фок заплатил индусу банковыми билетами, извлеченными из недр дорожного саквояжа. Паспорту показалось, что каждая бумажка вынута у него изнутра. Затем мистер Фок предложил сэру Фрэнсису Кроморти доставить его на станцию Аллахабад. Бригадный генерал согласился. Лишний пассажир не мог утомить гигантское животное. Продовольствие было закуплено в Кольбе. Сэр Фрэнсис Кромарти занял место в одной корзине, Филиас Фок в другой. Паспорту уселся на спину животного между своим господином и бригадным генералом. Парс взобрался слону на шею. И в 9 часов животное вышло из поселка, направляясь в Лохабад по кратчайшей дороге, через густой пальмовый лес. Глава 12, где рассказывается о том, как Филиас Фок и его спутники углубились в чащу индийских лесов и о том, что из этого вышло. Чтобы сократить путь, проводник оставил в стороне железнодорожную линию, на которой шли последние строительные работы. Направление железнодорожной линии, очень извилистой вследствие капризных разветвлений гор Винтья, не являлось кратчайшим и было невыгодно Филиасу Фолу. Парс, хорошо знакомый со всеми дорогами и тропинками этой местности, повез путешественников напрямик через лес, чтобы таким образом сократить дорогу миль на двадцать. Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти, запрятанные в свои корзины по самую шею, жестоко страдали от резки рыси слона, которого беспрестанно погонял его махут. Но они переносили свое положение с чисто британским холоднокровием и, едва видя друг друга, лишь изредка перекидывались словами. Паспорту сидел на спине животного и первый принимал на себя все толчки. Помня наставление своего господина, он старался держать язык за зубами, из не откусить его. То взлетая на шею слона, то скатываясь на круп, честный малый проделывал, подобно клоуну на трамплине, сложные упражнения. Но, несмотря на эти неистовые прыжки, он болтал, смеялся и время от времени вытаскивал из сумки кусок сахару и протягивал его умному Киуне, который брал угощение кончиком хобота ни на минуту не замедляя своей размеренной рыси. После двух часов в пути проводник остановил слона и дал ему часовой отдых. Животное поело веток и молодых побегов и утолило жажду из находившегося вблизи болота. Сэр Фрэнсис Кромарти не жаловался на остановку, он чувствовал себя разбитым. Зато мистер Фок выглядел таким свежим, словно только что встал с постели. Вы что, железный, что ли? с восхищением спросил бригадный генерал. Искованного железа! ответил паспорту, который занимался приготовлением незатейливого завтрака. В полдень проводник подал знак к отъезду. Местность становилась все более дикой. Высокие пальмовые деревья сменились зарослями тамаринда и карликовых пальм. Затем путники выехали на широкую долину, покрытую чахлом-кустарником, и усеянную крупными глыбами камня. Вся эта часть горного Бундальханда, редко посещаемая путешественниками, заселена племенами фанатиков, принадлежащих к одной из самых жестоких сект индусской религии. Господство англичан еще не упрочилось в этой области, находящейся под властью радж куда трудно проникнуть ввиду малой доступности гор Винтья. Несколько раз путешественники встречали свирепые толпы индусов, которые гневными жестами провожали быстроногое животное. Парс, насколько это было возможно, стремился избегать подобных встреч, справедливо считая их опасными. Путешественники почти не видели никаких животных. За весь день им попалось лишь несколько обезьян, которые немедленно устремились в бегство и своими ужимками и гримасами сильно сбавляли паспорту. Одна мысль среди множества прочих особенно занимала нашего молодца. Что сделает мистер Фок со слоном? Когда они приедут в Аллахабад? Возьмет его с собою? Да нет, невозможно транспортные расходы, прибавленные к стоимости слона, сделали бы эту покупку совершенно разорительной. Может быть, он его продаст или отпустит на волю? Благородное животное вполне заслуживало подобной счастливой участи. А вдруг мистер Фок возьмет, да и подарит слона ему, паспорту? Тогда он окажется в большом затруднении. Эта мысль не давала паспорту покоя. В 8 часов вечера главная горная цепь Винья осталась позади, и путешественники сделали привал в развалившемся бунгало у подошвы северного склона хребта. За день было пройдено около 25 миль, до станции Аллахабад оставалось столько же. Ночь была холодная. Внутри бунгала Парс развел костер из сухих веток, наполнивший помещение приятной теплотой. Ужин приготовили из провизии, закупленной в Кольме. Изнуренные и разбитые путешественники с жадностью принялись за еду. Беседа, начавшаяся несколькими отрывистыми фразами, вскоре сменилась звонким храпом. Проводник бодрствовал около Киуни, который спал стоя, опершись о ствол могучего дерева. Ночь прошла спокойно. Лишь гепардов и пантер да пронзительный хохот обезьян время от времени нарушал тишину. Но хищники ограничивались рычанием и не предпринимали никаких враждебных действий против обитателей бунгала. Сэр Фрэнсис Кроморти спал крепко, как солдат после утомительного перехода. Паспорту в беспокойном сне повторял курбеты, проделанные им за день. Что же касается мистера Фога, то он спал так же мирно, как в своем тихом доме на Севиль Роу. В шесть часов утра путники снова двинулись в путь. Проводник надеялся к вечеру достигнуть станции Аллахабад. Таким образом, мистер Фок терял только часть тех 48 часов, которые он сберег с начала пути. Миновав последние отроги горного хребта Виндхья, Киуни снова перешел на рысь. К полудню проводник обогнул стороною поселок Календжер, расположенный на реке Кен, впадающий в один из притоков Ганга. Он все время держался вдали от населенных мест, чувствуя себя в безопасности среди пустынных полей и низин, указывавших на приближение Великой реки. Станция Аллахабад находилась не дальше, чем в 12 милях к северо-востоку. Последний привал сделали в тени банановых деревьев. Сочные плоды, которых столь же сытны, как хлеб, и столь же вкусные, как сливки, были по достоинству оценены нашими путешественниками. В два часа проводник свернул под покров густого леса, который тянулся на несколько миль. Ехать лесом было безопаснее, чем по открытому месту. Во всяком случае, до сих пор не произошло ни одной неприятной встречи, и можно было надеяться, что путешествие окончится без приключений, как вдруг... Слон неожиданно остановился, проявляя явное беспокойство. Было четыре часа пополудни. Что случилось? спросил сэр Фрэнсис Кромарти, высовывая голову из своей корзины. Не знаю, господин генерал, ответил Парс, вслушиваясь в неясные звуки, долетевшие сквозь густую листву. Несколько мгновений спустя гул сделался более отчетливым. Казалось, издали доносились слившиеся в единый хор человеческие голоса и медные инструменты. Паспорту весь обратился в слух и зрение. Мистер Фок терпеливо ждал, не произнося ни слова. Проводник соскочил на землю, привязал животное к дереву и углубился в лесные заросли. Несколько минут спустя он вернулся, говоря, «Это процессия Браминов, направляющийся в нашу сторону. Постараемся, чтобы они нас не заметили». Проводник отвязал слона и завел его в чащу, посоветовав путешественникам не сходить на землю. Сам он стоял на стороже, готовый в любую минуту взобраться на слона, если бы пришлось бежать. Он надеялся, что толпа верующих пройдет мимо, не заметив их, ибо они были совершенно скрыты густой листвой деревьев. Нестройный шум голосов и музыкальных инструментов приближался. Слышалось однообразное пение, сопровождаемое барабанным боем и звоном цимбал. Вскоре под деревьями, в полусотни шагов от наших путешественников, показалась голова процессии. Мистер Фок и его спутники сквозь листву свободно различали причудливые фигуры участников этой религиозной церемонии. В первом ряду выступали жрецы с митрами на головах и в длинных расшитых золотом одеяниях. Их окружали мужчины, женщины, дети, тянувшие какие-то похоронные псалмы, прерываемые через правильные промежутки ударами тамтама и цимбал. Позади них – запряженная двумя парами зебу в роскошных попонах, двигалась колесница на высоких колесах, спицы эободи которых изображали переплетающихся змей. На ней возвышалась безобразная статуя с четырьмя руками, темно-красным телом, дикими глазами, спутанными волосами, высунутым языком и губами, выкрашенными хною и бетелем. На шее у нее было ожерелье из мертвых голов, а на бедрах — пояс из отрубленных рук. Она стояла на распростертом теле великана без головы. Сэр Фрэнсис Кромарти узнал эту статую. «Богиня Калли», — прошептал он. «Богиня любви и смерти». «Смерти согласен, но любви никогда», — заявил паспорту. «Что за гнусная особа?» Парс Сделал ему знак замолчать. Вокруг статуи суетились, метались и извивались старые факиры, исполосованные коричневой краской и покрытые крестообразными порезами, из которых каплями сочилась кровь. Это были те иступленные фанатики, которые во время торжественных индусских церемоний до сих пор еще бросаются под колеса колесницы Джаггернаута. За ними несколько браминов в пышных восточных одеяниях вели какую-то женщину, с трудом передвигавшую ноги. Эта женщина была молода и белым цветом кожи походила на жительницу Европы. Ее голова, шея, плечи, уши, руки и ноги были украшены драгоценными камнями, ожерельями, браслетами и кольцами. Туника, расшитая золотом и покрытая легким покрывалом, обрисовывала очертания ее фигуры. Вслед за молодой женщиной какой ужас контраст для глаз. Стража, заткнутыми за пояс обнаженными саблями и длинными пистолетами, украшенными серебряными насечками, несла в паланкине труп человека. Это было тело старика, облаченное в роскошной одежды Раджи. Как и при жизни на нем был тюрбан, вышитый жемчугом тканный золотом шелковый халат, изукрашенный бриллиантами кашемировый пояс и драгоценное оружие индийского владетельного князя. Позади шел оркестр музыкантов, сопровождаемый толпой фанатиков, чьи дикие крики заглушали порой звуки музыкальных инструментов. Сэр Фрэнсис Кромарти печальным взглядом проводил это пышное шествие и, обратившись к проводнику, сказал ⁇ Сути ⁇ Барс утвердительно кивнул головой и приложил палец к губам. Длинная процессия медленно прошла под деревьями, и вскоре последние ряды ее скрылись в чаще леса. Мало по малу пение стихло. Некоторое время слышались еще отдаленные выкрики, и, наконец, весь этот шум сменился глубокой тишиной. Филиас Фокс слышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Кромарти, и как только процессия исчезла, спросил, что такое «сути»? «Сути» — это, мистер Фок, человеческое жертвоприношение, — ответил бригадный генерал. «Но жертвоприношение добровольное. Женщина, которую вы только что видели, будет сожжена завтра» при первых лучах солнца. — Ах, негодяи! — воскликнул паспорту, который не мог сдержать своего негодования. — А мертвец? — спросил мистер Фок. — Это князь, ее муж, — ответил проводник. — Раджа независимого княжества Бундельхант. — Как? Разве эти варварские обычаи все еще существуют в Индии? А англичане не сумели их искоренить? — спросил Филиас Фок, в голосе которого не слышалось ни малейшего волнения. «В большей части Индии, — ответил сэр Фрэнсис Кромарти, — подобных жертв больше не приносят. Но мы не имеем никакой власти в диких отдаленных местностях, и в частности в Бундельхаде, в северных отрогах гор Миндья не прекращаются убийства и грабежи несчастная!» — прошептал паспорту. «Ее сожгут заживо!» «Да!» — ответил бригадный генерал. «Если бы ее не сожгли, вы и представить себе не можете, на какую ужасную жизнь обрекли бы ее близкие!» Таким женщинам отрезают волосы, им дают в день всего несколько щепоток риса и считают нечистыми тварями. Они умирают, где придется, словно паршивые собаки. Обычно эта ужасная перспектива, а не любовь или религиозный фанатизм, толкает этих несчастных на смертные муки. Иногда, впрочем, такие жертвоприношения на самом деле бывают добровольными и требуется решительное вмешательство властей, чтобы их предотвратить. Несколько лет назад, когда я жил в Бомбее, к губернатору обратилась молодая вдова с просьбой позволить ей быть сожженной вместе с телом мужа. Как вы можете догадаться, губернатор отказал. Тогда эта женщина покинула город, отправилась во владение какого-то раджи и там принесла себя в жертву. Во время рассказа бригадного генерала проводник все время покачивал головой, и когда тот кончил, сказал ⁇ Жертва, которую принесут завтра на восходе солнца, не будет добровольной ⁇ Откуда вы знаете? Об этом знает весь Бундельхант. Однако это несчастное и не пытается даже сопротивляться ⁇ заметил сэр Фрэнсис Кромарти. «Да, но ведь она одурманена парами опиума и конопли». «А куда ее ведут?» «В пагоду Пиладжи, в двух милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании часа жертвоприношения». «А когда произойдет жертвоприношение?» «Завтра, при первых проблесках зари». Сказав это, проводник вывел слона из чащи и взобрался к нему на шею. Но прежде чем он успел подать сигнал особым свистом, мистер Фок остановил его и, обратившись к сэру Фрэнсису Кромарти, спросил. — А что, если мы спасем эту женщину? — Спасти эту женщину, мистер Фок! — вскричал бригадный генерал. — У меня в запасе еще двенадцать часов. Я могу ими пожертвовать. — А ведь вы... Оказывается, человек с сердцем, заметил генерал. Иногда, просто ответил Флесфог, когда у меня есть время. Глава 13, в которой паспорту лишний раз доказывает, что счастье улыбается смельчакам. Предприятие было крайне смелое, полное трудностей и, быть может, невыполнимое. Мистер Фок рисковал своей жизнью или, по крайней мере, свободой, а следовательно и успешным исходом своего пари. Но он не колебался. Впрочем, в лице сэра Фрэнсиса Кромарти он нашел решительного помощника. Что же касается паспорту, то он был готов на все. На него можно было положиться. Он был в восторге от намерения своего господина. Под его ледяной внешностью он угадал отзывчивое сердце. Он начинал любить Филиаса Фока. Оставался проводник. На чью сторону станет он в этом деле? Не вздумает ли он помогать индусам? Необходимо было обеспечить, если не его содействие, то хотя бы нейтралитет. Сэр Фрэнсис Кромарти откровенно спросил его об этом. «Господин генерал, я парс, и эта женщина тоже парсианка. Располагайте мною». «Прекрасно», — произнес мистер Фок. «Но знаете, продолжал проводник, — «мы не только рискуем жизнью. Нам грозят страшные мучения, если нас схватят. Подумайте об этом». «Мы и уже подумали», — ответил мистер Фок. «Мне кажется, для выполнения нашего замысла надо дождаться ночи». «Я того же мнения», — сказал проводник. Благородный индус сообщил некоторые подробности о несчастной женщине. Эта красавица индуска из племени парсов была дочерью богатого купца из Бомбея. В этом городе она получила чисто английское воспитание и по манерам и образованию могла сойти за европейскую женщину. Звали ее Ауда. Оставшей сиротой она насильно была выдана замуж за старого раджу Бундельханда. Три месяца спустя Ауда овдовела. Зная об ожидавшей ее участи, она бежала, но тотчас была поймана. Заинтересованные в ее смерти родственники Раджи обрекли ее на мучительную казнь, от которой ее, видимо, ничто не могло избавить. Этот рассказ только укрепил мистера Фога и его спутников в их благородном решении. Проводнику приказали направить слона к пагоде Пиладжи, которой надо было подойти как можно ближе. Полчаса спустя они остановились в густых зарослях, шагах в 50 от пагоды. Она не была им видна, но дикие крики фанатиков явственно доносились до их слуха. Затем путники тщательно обсудили, как добраться до несчастной. Проводник знал пагоду Пиладжи, где, по его мнению, была заключена молодая женщина. Сумеют ли они проникнуть туда через один из входов, когда толпа, опьянев, погрузится в сон, или им придется сделать пролом в стене? Решить это можно будет лишь на месте. Ясно было одно — похищение надо было произвести этой ночью не дожидаясь утра, когда жертву поведут на казнь. Тогда уже не в силах человеческих будет ее спасти. Мистер Фок и его товарищи выжидали наступления ночи. В сумерки, часов шесть вечера, они решили отправиться на разведку вокруг пагоды. Оттуда еще доносились затихающие крики факиров. По своему обыкновению эти люди были, вероятно, погружены в глубокое опьянение вызванная ханг, жидким опиумом, смешанным с настоем конопли, так что вскоре могла представиться возможность незаметно проскользнуть к храму. Парс, за которым следовали мистер Фоксер, Фрэнсис Кроморти и паспорту, бесшумно продвигался вперед. Минут десять они пробирались, прячась за деревьями, а затем вышли на берег маленькой речки. Там, при свете железных светильников, на концах которых курилась смола, они заметили груду срубленных стволов. То был будущий костер, сложенный из драгоценных сандаловых деревьев, пропитанных душистым маслом. На нем лежал набальзамированный труп Раджи, который должны были сжечь вместе с несчастной вдовой. В ста шагах от костра возвышалась пагода, минареты которой выступали из мрака среди вершин деревьев. «Вперед!» — тихо произнес проводник и, удвоив осторожность, он бесшумно пополз вместе со своими спутниками в высокой траве. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в ветвях деревьев. Вскоре проводник остановился у края прогалины. Несколько факелов освещали ее. Поляна была усеяна группами спящих индусов, отяжелевших от опьянения. Она напоминала покрытое трупами поле сражения. Мужчины, женщины, дети — все лежали в повалку. Несколько пьяниц что-то выкрикивали хриплыми голосами. На заднем плане, среди темной массы деревьев, смутно виднелась пагода Пиладжи. Но к великому разочарованию проводника стража Раджи бодрствовала. Освещенные коптящими светильниками, караульные расхаживали с обнаженными саблями у дверей. Можно было предположить, что внутри пагоды жрецы тоже не спят. Парс остановился. Он понял, что проникнуть в храм невозможно, и отвел своих товарищей вглубь леса. Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти тоже убедились, что с этой стороны ничего предпринять нельзя. Они остановились и начали тихо совещаться. «Подождем», — сказал бригадный генерал. «Сейчас только восемь часов» и весьма возможно, что ночью стража тоже заснет. — Это действительно возможно, — согласился проводник. Филиас Фок и его спутники расположились у подножия дерева и стали ждать. Время тянулось так медленно. Проводник несколько раз покидал их, отправляясь на разведку. Стража Раджи все еще бодрствовала, горели светильники, а из окон пагоды проникал слабый свет так прождали до полуночи. Положение не изменилось. Охрана по-прежнему бодрствовала. Становилось очевидным, что на сон стражи рассчитывать нельзя. Вероятно, им и не давали опьяняющих снадобий. Необходимо было действовать иначе и попытаться проникнуть в пагоду через отверстие в стене. Оставалось выяснить, не бодрствуют ли жрецы около своей жертвы так же, как стража у входа в пагоду. После краткого совещания двинулись вперед. Впереди шел проводник, мистер Фокс, сэр Фрэнсис и паспорту следовали за ним. Они сделали довольно длинный обход, чтобы приблизиться к пагоде с противоположной стороны. Около половины первого ночи они остановились у стен здания, не встретив по пути ни одного человека. Охраны с этой стороны не было никакой, но зато там не было ни окон, ни дверей. Ночь была темная. Луна, уже находившаяся на ущербе, стояла низко над горизонтом, затянутым тучами. Высокие деревья еще больше усиливали темноту, но было недостаточно дойти до пагоды. Предстояло еще проделать отверстие в стене. Для этой операции у Филиаса Фога и его спутников не было ничего, кроме карманных ножей. К счастью, стены храма были выложены из смеси кирпича и дерева, и их, вероятно, нетрудно было разобрать. Если вынуть первый кирпич, за ним легко последуют и остальные. Стараясь производить как можно меньше шума, все приступили к работе. Парсы и паспорту разбирали кирпичи, чтобы образовалось отверстие шириной в два фута. Работа подвигалась успешно. Как вдруг внутри храма послышался крик, и почти тотчас же снаружи раздались ответные крики. Паспорту и проводник прервали работу. Неужели они замечены? Что это? Не сигнал ли тревоги? Простая осторожность требовала, чтобы они удалились, и они отошли, а вслед за ними Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти. Они вновь укрылись за деревьями в ожидании, пока уляжется тревога, чтобы затем опять приступить к делу. Но на беду у задней стены пагоды появилась стража и расположилась там, не позволяя приблизиться к пролому. Трудно описать разочарование этих четырех людей, вынужденных прервать свою работу. Теперь, когда они были лишены возможности проникнуть к пленнице, как Сумеют они ее спасти? Сэр Фрэнсис Кромарти в ярости сжимал кулаки. Паспорту был вне себя, и проводник с трудом сдерживал его. Невозмутимый Фок молча ждал, не проявляя своих чувств. Что ж, нам остается только уйти, тихо спросил бригадный генерал. Да, больше ничего не остается, подтвердил проводник. Подождите, сказал мистер Фок. Меня вполне устраивает прибыть в Аллахабад к полудню. На что вы надеетесь? Спросил сэр Фрэнсис Кромарти. Через несколько часов наступит день и... Удача, которая от нас ускользает, может прийти в последний миг. Бригадному генералу захотелось проникнуть в мысли филиаса Фока. На что рассчитывает этот хладнокровный англичанин? Уж не собирается ли он в момент казни броситься к молодой женщине и на глазах у всех вырвать ее из рук палачей? Но ведь это безумие. И нельзя допустить, чтобы человек дошел до подобного безрассудства. Так или иначе, но сэр Фрэнсис Кромарти решил дождаться развязки этого страшного события. Тем временем проводник не решался оставаться дольше со своими спутниками на том месте где они были укрыты, и отвел их на край прогалины. Здесь, спрятавшись за деревьями, они могли не выпускать из виду группы спящих людей. Паспорту, сидя на нижних ветвях дерева, обдумывал одну мысль, которая словно молния пронзила его сознание и все глубже и глубже внедрялась в его мозг. Сначала он говорил себе. «Хм, какое безумие!» Но потом стал повторять, а почему бы и нет? Это может быть единственный шанс с такими дикарями. Так или иначе, паспорту больше не раздумывал. Он поспешно с гибкостью змеи спустился по ветвям, концы которых и доходили до земли. Часы шли, и вскоре небо несколько посветлело, возвещая о приближении дня. Но все же было еще довольно темно. Время жертвоприношения наступило. Спящие индусы словно воскресли. Толпа зашевелилась. Послышались звуки там-тама, пени и крики снова усилились. Пришел час, когда несчастная должна была умереть. В это мгновение двери пагоды распахнулись, сноп света вырвался изнутри. Мистер Фок и сэр Фрэнсис Кромарти увидели ярко освещенную жертву, которую двое жрецов влекли наружу. Им показалось, что несчастная стряхнула себя дурман и, следуя властному чувству самосохранения, пыталась вырваться из рук своих палачей. Сердце сэра Фрэнсиса Кромарти забилось. Он судорожно схватил филиаса Фога за руку и почувствовал, что эта рука сжимает раскрытый нож. В это время толпа пришла в движение. Молодая женщина снова впала в оцепенение, вызванное парами конопли. Она прошла сквозь ряды факиров, которые провожали ее ритуальными возгласами. Филиас Фог и его товарищи, смешавшись с толпой, последовали за процессией. Минуты через две они дошли до берега реки и остановились меньше, чем в пятидесяти шагах от костра, на котором лежало тело Раджи. В полутьме они видели, как бесчувственное тело женщины положили рядом с трупом ее мужа. Затем к пропитанным маслом дровам поднесли зажженный факел, и они тотчас же вспыхнули. В этот миг сэр Фрэнсис Кромарти и его проводник еле удержали Филиаса Фока, который в порыве благородного безрассудства готов был броситься в костер. Филиасу Фогу удалось уже оттолкнуть своих спутников, как вдруг произошло нечто неожиданное. Раздался всеобщий крик ужаса, толпа в страхе распростерлась на земле. Старый Раджа ожил, словно привидение. Он поднялся со своего ложа, взял молодую жену на руки и сошел с костра, окутанной клубами дыма, придававшими ему призрачный вид». Факиры, стражи и жрецы, охваченные внезапным ужасом, приникли к земле, не смея поднять глаза и лицезреть подобное чудо бездыханная жертва невесомо покоилась на мощных руках мистер фок и сэр фрэнсис кромарти застыли на месте проводник в страхе склонил голову паспорту без сомнения тоже был потрясен воскресший раджа остановился возле мистера фога и генерала и отрывисто сказал бежим то был никто иной как паспорту который пробрался к костру под прикрытием густого дыма. Паспорту, который, воспользовавшись темнотой, вырвал молодую женщину из рук смерти. Паспорту, который среди всеобщего смятения блестяще сыграл свою роль. Через мгновение все четверо скрылись в лесу и вскоре крупной рысью неслись на своем слоне. Но крики, проклятия и свист пули, пробившие шляпу мистера Фога, показали, что хитрость их открыта. На пылавшем костре выделялось тело старого Раджи. Жрецы, очнувшись от сопенения, поняли, что их жертву похитили. Они тотчас бросились в лес. Стража следовала за ними. Вдогонку похитителям раздался залп, но они быстро неслись вперед и вскоре стали недосягаемы для пуль и стрел преследователей. Глава 14, в которой Филиас Фок пересекает чудесную долину Ганга, даже не подумав ею полюбоваться. Смелое похищение удалось. Паспорту долго посмеивался, вспоминая о своей удаче. Сэр Фрэнсис Кромарти крепко пожал руку отважному малому, а мистер Фок сказал ему «хорошо», что в устах этого джентльмена было высшей похвалой. На это паспорту ответил, что вся честь предприятия принадлежит его господину. Ему же просто пришла в голову одна смешная мысль. Его забавляло, что на несколько мгновений он, паспорту, прежний гимнаст и бывший сержант пожарной команды, превратится в старого набальзамированного Раджу, мужа прелестной женщины а молодая индуска все еще не приходила в себя. Завернутая в дорожное одеяло, она покоилась в одной из корзин. Слон, направляемый уверенной рукой парса, быстро бежал по еще темному лесу. Спустя час они были уже на широкой равнине. В семь часов сделали привал. Молодая женщина все еще пребывала в полном беспамятстве. Проводник влил ей в рот несколько глотков разбавленного бренди, но действие одурманивающих паров еще продолжалось. Сэр Фрэнсис Кроморти, знавший, как долго длится состояние сна от действия паров конопли, нисколько не беспокоился. Но если выздоровление молодой женщины и не вызывало у генерала сомнений, то ее будущее представлялось ему менее ясным. Он прямо заявил Филиасу Фогу, что если миссис Ауда останется в Индии, то неминуемо попадет в руки своих палачей. Эти фанатики рассеяны по всему полуострову и, невзирая на все старания английской полиции, сумеют разыскать свою жертву, будь то в Мадрасе, в Бомбее или в Калькуте. В подтверждение сказанного сэр Фрэнсис Кромарти сослался на недавний имевший место случай. По его мнению, молодая женщина будет в безопасности только за пределами Индии. Филиас Фок ответил, что он отдает себе в этом отчет и примет нужное решение. Около 10 часов утра проводник сообщил о прибытии на станцию Аллахабад. Отсюда вновь начиналась прерванная железнодорожная линия. Расстояние между Аллахабадом и Калькутой поезда проходили менее чем за сутки. Следовательно, Филиас Фок прибудет вовремя, и ему удастся попасть на пароход, отходящий в Гонконг на следующий день, 25 октября, в полдень. Молодую женщину поместили в одну из комнат на вокзале. Паспорту было поручено приобрести для нее различные предметы туалета – платье, шаль, меха и прочее, все, что удастся найти. Филиас Фок открыл для этой цели неограниченный кредит. Паспорту сейчас же направился в город и быстро обижал его улицы. Название Аллахабад означает «град Божий». Это один из наиболее почитаемых городов Индии, куда стекаются паломники со всего полуострова, ибо расположен он у слияния двух священных рек – Ганга и Джамны. Согласно сказаниям Рамаяны, Ганг берет свое начало на небе, откуда по милости Брамы спускается на землю. Делая всевозможные покупки, паспорту быстро осмотрел Аллахабад с его великолепной крепостью, ставшей ныне государственной тюрьмой. Раньше это был большой город с сильно развитой торговлей и промышленностью. Теперь там нет ни того, ни другого. Паспорту безрезультатно разыскивал магазин с модными товарами, словно он был на Риджин-стрит, и в конце концов оказался в лавке старого несговорчивого еврея-перекупщика, где нашел нужные ему вещи – платье из шотландской материи, широкое манто и великолепную шубу из меха выдры, за которую, не задумываясь, заплатил 75 фунтов стерлингов. Затем, торжествуя, он вернулся на вокзал. Ауда понемногу приходила в себя – Действие дурмана, которому подвергли ее священнослужители из пагоды Пиладжи, мало-помалу ослабевало. Ее прекрасные глаза приобретали вновь свою индийскую мягкость. Некогда король-поэт Усав Удауль прославил прелести королевы Аминагара. Он говорил, ее сверкающие волосы разделанные ровным пробором, обрамляли нежные и тонкие щеки, блиставшие свежестью и белизной. Черные брови были подобны луку бога любви Кама, а под длинными шелковыми ресницами, в черных зрачках ее громадных прозрачных глаз, словно в священных озерах Гималаев, отражался чистейший небесный свет. Точенные ровные белые зубы сверкали меж смеющихся губ, как капли росы в чашечке полураскрывшегося цветка граната. Ее маленькие уши были изящно закруглены, ее розовые руки и крохотные ножки, подобные бутону лотоса, ослепляли, словно драгоценные жемчужины цейлона или прекраснейшие бриллианта галконды. Ее тонкая и гибкая талия, которую легко можно было обхватить одной рукой, подчеркивала изящную округлость бедер и высокую грудь, которой цветущая юность придавала столько прелести. Под складками шелковой туники она казалась отлитой из чистого серебра, божественной рукой предвечного воятеля Виквакарма. Не прибегая к такого рода поэтическим привлечениям, можно сказать, что миссис Ауда, вдова Раджи Бундельханда, была очаровательной женщиной в европейском понимании этого слова. Она говорила на совершенно чистом английском языке, и проводник не преувеличивал, утверждая, что молодая парсианка благодаря воспитанию превратилась в англичанку. Время отхода поезда приближалось. Проводник ждал. Мистер Фок рассчитался с ним, не заплатив сверх обусловленной цены ни одного фартинга. Это несколько удивило паспорту, который знал, сколь многим его господин обязан проводнику. В самом деле, ведь Парс добровольно рисковал жизнью, принимая участие в похищении Ауда из пагоды Пиладжи. И если индусы когда-нибудь узнают об этом, ему трудно будет избежать их мести. Оставался еще Киуни. Что сделают со слоном, купленным за такую дорогую цену? Но оказывается, мистер Фок уже принял на этот счет решение. «Парс», — сказал он проводнику, — «ты хорошо и самоотверженно служил нам. Я заплатил тебе за службу, но не за самоотверженность. Хочешь взять слона? Он твой». Глаза проводника сверкнули. — Ваша милость, вы дарите мне целое состояние! — вскричал он. — Бери его, проводник, — ответил мистер Фок. — Я все равно еще у тебя в долгу. — Вот хорошо! — воскликнул паспорту. — Бери его, друг! Киуни — славное и храброе животное! И, подойдя к слону, он протянул ему несколько кусков сахару. — На, Киуни, на! Слон тихо затрубил от удовольствия, затем взял паспорту за пояс и поднял хоботом до уровня своей головы. Паспорту, нисколько не испугавшись, приласкал животное, которое вновь осторожно поставил его на землю. На пожатие хобота честного Киуни паспорту ответил крепким пожатием своей честной руки. Несколько минут спустя Филиас Фок, сэр Фрэнсис Кромарти и паспорту разместились в комфортабельном вагоне, где лучшее место уже занимала миссис Ауда. Поезд на всех парах помчался к Бенаресу. Расстояние 80 с лишним миль, отделяющее этот город от Аллахабада, было покрыто за два часа. За это время молодая женщина совсем пришла в себя, дурман от паров конопли рассеялся. Каково же было ее удивление, когда она увидела себя в купе вагона в европейской одежде среди совершенно незнакомых ей путешественников. Прежде всего спутники постарались подкрепить ее несколькими глотками ликера. Затем бригадный генерал рассказал ей обо всем случившемся. Он особо подчеркнул, самоотверженность филясов Фога, который, не задумываясь, рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее, а также то, что счастливым исходом всего предприятия она обязана смелой изобретательности паспорту. Мистер Фог не прерывал его рассказа. Паспорту в смущении повторял «Какие пустяки! Какие пустяки!» Миссис Ауда горячо благодарила своих спасителей. Правда, больше слезами, чем словами. Ее прекрасные глаза, лучше всяких речей, выражали ее признательность. Вскоре мысли молодой женщины перенеслись к недавним событиям, а глаза вновь увидели землю Индии, где ее ожидало еще столько опасностей. И она задрожала от ужаса. Филиас Фок понял, что происходит в душе миссис Ауды, и чтобы успокоить ее, он предложил, кстати сказать, достаточно бесстрастным тоном, довести ее до Гонконга, где она сможет остаться, пока вся эта история не заглохнет. Миссис Ауда с благодарностью приняла это предложение. Как раз в Гонконге жил ее родственник Парс, как и она, крупный коммерсант, обосновавшийся в этом совершенно английском городе, хотя и расположенном на китайской земле. В половине первого дня поезд подошел к бинаресу. Браминская легенда утверждает, что этот город стоит на месте древнего Кази, который некогда висел в пространстве между Зенитом и Надиром, подобно гробнице Магомета. Но в нашу более реалистическую эпоху Бинарес, Афины Индии, как его именуют востоковеды, самым прозаическим образом покоится на земле. И по спорту на одно мгновение увидел его кирпичные дома – и плетенные хижины, придающие городу весьма унылый вид, лишенный всякой экзотики. Здесь заканчивал свой путь сэр Фрэнсис Кромарти. Войсковые части, к которым он направлялся, были расквартированы в нескольких милях к северу от города». Бригадный генерал распрощался с мистером Фогом, пожелав ему полного успеха в путешествии и выразил надежду, что он когда-нибудь повторит его с менее оригинальной, но более полезной целью. Мистер Фокс слегка пожал пальцами своего спутника. Миссис Ауда простилась с ним гораздо теплее. Она сказала, что никогда не забудет, чем обязана сэру Фрэнсису Кромарти. Что касается паспорту, то бригадный генерал крепко пожал ему руку и растроганный малый спросил себя, где и как он сумеет доказать генералу свою преданность. Затем путешественники расстались. После Бинареса железнодорожный путь некоторое время идет долины Ганга. Из окон вагона, благодаря ясной погоде, можно было любоваться разнообразными пейзажами Бихара. Мимо проносились горы, покрытые зеленью, поля ячменя, кукурузы и пшеницы, водоемы, населенные зеленоватыми аллигаторами, чистенькие селения и все еще зеленые леса. Несколько слонов и большегорбых зебу купались в священных водах реки. А рядом группы индусов обеего пола, невзирая на осенний холод, благочестиво совершали ритуальные омовения в священных струях. Эти верующие ярые враги буддизма и горячие приверженцы браминской религии, воплощенные в трех образах – Вишну, бога солнца, Шивы, божественного олицетворения сил природы, и Брамы, верховного владыки, священнослужителей и законодателей. Но какими глазами Брама, Шива и Вишну должны были смотреть на британизированную ныне Индию – где ревущие пароходы мутят священные воды Ганга, пугают чаек, летающих над его поверхностью, черепах, которыми кишат берега, и распростертых у реки богомольцев. Вся эта панорама стремительно проносилась перед окнами вагона, и клубы белого пара часто скрывали от глаз отдельные ее детали. Путешественники едва успели различить форт Чунар, расположенный в 20 милях к юго-востока от Бинареса в древнюю цитадель Раджей Бихара, Газипур и расположенные там крупные фабрики розовой воды и масла, а также могилу лорда Карнвалиса, которая возвышалась на левом берегу Ганга. Перед ними промелькнул укрепленный город Буксар, Патна, крупный промышленный и торговый центр, где находился главный рынок опиума, а также наиболее европеизированный город Мангхир – напоминающий Манчестер или Бирмингам. И знаменитый своими чугунолитейными заводами и фабриками, их высокие трубы оскверняли небо брамы дымом и копотью. Какая пощечина стране грез! Наступила ночь. Поезд мчался на всех парах, сопровождаемый рычанием тигров и медведей и завыванием волков, испуганных локомотивом. Теперь уже нельзя было различить никаких чудес Бенгалии, ни Галконды, ни развалингура, ни Муршидабада, бывшего некогда столицы, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандарногора, этого французского пункта на территории Индии, где паспорту с гордостью увидел развивающийся флаг своей родины. Наконец, в 7 часов утра прибыли в Калькуту. Пароход отправлявшийся в Гонконг, снимался с якоря лишь в полдень. В распоряжении Филиаса Фога осталось еще пять часов. По составленному им расписанию, наш джентльмен должен был прибыть в столицу Индии 25 октября на 23 день после своего отъезда из Лондона. Он приехал туда точно в назначенный день. Итак, он не опоздал и не прибыл раньше срока. Два дня которые он выиграл в пути между Лондоном и Бомбеем, были потеряны во время переезда через Индию по известным нам причинам. Но можно было предполагать, что Филиас Фок об этом не сожалел. Глава 15, в которой саквояж с банковыми билетами облегчается еще на несколько тысяч фунтов стерлингов. Поезд остановился на вокзале. Паспорту вышел из вагона первым, за ним последовал мистер Фок, который помог сойти на перрон своей молодой спутницы. Филиас Фок предполагал сразу же отправиться на пакетбот, идущий в Гонконг, с тем, чтобы удобно устроить миссис Ауду, которую он не хотел оставлять одну, пока она находится в этой стране, где и грозит столько опасностей. В ту минуту, когда мистер Фок выходил из вокзала, к нему подошел полисмен и спросил. «Мистер Филиас Фок?» «Да». «А этот человек ваш слуга?» — прибавил полисмен, показывая на паспорту. «Да». «Будьте любезны оба следовать за мной». Мистер Фок ни одним жестом не выразил своего удивления. Полицейский был представителем закона, а для всякого англичанина закон – святыня. Паспорту, как истый француз, попробовал было рассуждать, но полисмен коснулся его своим жезлом, и мистер Фок сделал своему слуге знак подчиниться. «Может ли эта дама сопровождать нас?» – спросил мистер Фок. «Может», – ответил полисмен. Полицейский проводил мистера Фога и его спутников к пальке гори, четырехколесному и четырехместному экипажу, запряженному парой лошадей. Тронулись в путь. Во время переезда, длившегося 20 минут, никто не проронил ни слова. Экипаж сначала пересек черный город, узенькие улочки, загроможденные лачугами, где ютились грязные и оборванные люди – разноплеменное население этих кварталов. Затем он проехал европейский город, застроенный кирпичными домами, озененный кокосовыми пальмами и ощетинившийся строительными лесами. Здесь, несмотря на утренний час, проезжали элегантные всадники и двигались роскошные кареты. Экипаж остановился перед каким-то зданием невзрачного вида, мало похожим на жилой дом. Полисмен высадил своих пленников их с полным правом можно было так назвать, и провел в комнату с решетками на окнах. Затем он объявил. «В половине девятого вы предстанете перед судьей Абадия». Затем он вышел и запер дверь. «Ну вот, мы арестованы!» — воскликнул паспорту, опускаясь на стул. Миссис Ауда, тщетно стараясь скрыть волнение, сказала, обращаясь к мистеру Фогу. «Вы должны расстаться со мною, сударь. Вас преследуют из-за меня, за то, что вы меня спасли». Филиос Фок коротко ответил, что это невозможно. «Преследовать по делу сути. Немыслимо. Как жалобщики осмелились бы об этом заявить? Тут какая-то ошибка». Мистер Фок закончил уверением, что он во всех случаях не покинет молодой женщины и сопроводит ее до Гонконга. «Но пароход отходит в полдень», — заметил паспорту. «Мы еще до полудня будем на борту», — спокойно ответил невозмутимый джентльмен. Это было сказано так уверенно, что паспорту невольно повторил про себя. «Черт побери! Ну, конечно, еще до полудня будем на пароходе». Но он отнюдь не был в этом уверен. В половине девятого дверь комнаты отворилась появился полисмен и провел арестованных в соседнее помещение. Это был зал суда, наполненный многочисленной публикой, состоявшей из европейцев и местных жителей. Мистер Фок, миссис Ауда и паспорту сели на скамью перед возвышением, предназначенным для судьи и секретаря. Почти тотчас же вышел в сопровождении секретаря и сам судья Абадия. Это был толстый, совершенно круглый человек. Он снял с гвоздя один из париков и ловко надел его себе на голову. Слушается первое дело, объявил он. Но вдруг он поднес руку к голове и воскликнул. Эге, -э, да ведь это не мой парик. Ха -ха, ваша правда, мистер Обади, это мой, сказал секретарь. Дорогой мистер Ойстер Пуф. Неужели вы думаете, что судья может вынести правильный приговор, будучи в парике секретаря? Произошел обмен париками. Во время этих приготовлений паспорту весь сгорал от нетерпения. Ему казалось, что стрелка громадных часов, висевших в зале суда, страшно быстро движется по циферблату. «Слушается первое дело», — повторил судья. «Филиас Фок», — провозгласил секретарь Ойстерпуф я, — ответил мистер Фок. — Паспорту! — Здесь! — отозвался паспорту. — Превосходно! — начал судья. — Вот уже два дня, как вас ищут во всех поездах, прибывающих из Бомбея. — Но в чем нас обвиняют? — нетерпеливо перебил паспорту. — Вы это сейчас узнаете, — ответил судья. — Сударь! — начал Филиас Фокк. Я британский гражданин и имею право. С вами непочтительно обошлись? Спросил судья. Отнюдь нет. Прекрасно. Вызовите жалобщиков. По приказу судьи дверь распахнулась, и пристав ввел в зал трех индийских жрецов. Так я и думал прошептал паспорту. «Это те самые мерзавцы, что хотели сжечь нашу молодую даму!» Жрецы встали перед судьей, и секретарь громким голосом прочел их жалобу на Филиаса Фога и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении Браминского святилища. «Вы слышали?» – спросил судья Филиаса Фога. «Да», – ответил мистер Фог, посмотрев на часы. «Слышал и признаю». «Ага, вы признаете?» Да, признаю и жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они были намерены делать в пагоде Пиладжи. Жрецы переглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов обвиняемого. Вот именно! Нетерпеливо вмешался паспорту. В той самой пагоде Пиладжи, перед которой они собирались сжечь свою жертву. Снова полная растерянность жрецов и крайнее изумление судьи Абадия. «Какую жертву?» — спросил он. «Кого жечь? В самом центре Бомбея?» «Бомбея?» — воскликнул паспорту. «Ну да, ведь речь идет не о пагоде Пиладжа, а о пагоде Малабархил в Бомбее. В качестве вещественного доказательства...» Представлены башмаки святотатца — прибавил секретарь, ставя на стол пару обуви. «Мои башмаки!» — закричал паспорту, который был до того удивлен, что не мог сдержать невольного восклицания. Можно себе представить, какая путаница была в умах и господина, и его слуги. Они давно забыли про случай в бомбейской пагоде, и вдруг он неожиданно привел их на скамью подсудимых здесь, в Калькуте. Дело в том, что сыщик Фикс оценил все выгоды, какие он мог извлечь из злосчастного поступка паспорту. Отложив на двенадцать часов свой отъезд, Фикс предложил жрецам Малабархила совет и помощь. Он пообещал им добиться крупного возмещения за нарушение святости храма, хорошо зная, что английское правительство очень сурово относится к подобным проступкам и с ближайшим поездом отправился со жрецами следом за сквернителями. Вследствие задержки, вызванной освобождением молодой вдовы, Фикс и его индусы прибыли в Калькуту раньше Филиаса Фога и паспорту, у которых местные власти, предупрежденные телеграммой, должны были задержать при выходе из вагона. Можно себе представить, как был раздосадован Фикс, узнав, что Филиас Фог еще не приехал в столицу Индии. Он решил, что его вор сошел на одной станции Индийской железной дороги и скрылся в северных провинциях. Одержимый смертельным беспокойством сыщик целые сутки безотлучно находился на вокзале. И какова же была его радость, когда утром он увидел путешественников, выходивших из вагона. Правда, с ним была какая-то молодая дама, присутствие которой казалось фиксу необъяснимым. Он сейчас же подослал к ним полисмена, и вот каким образом мистер Фок, паспорту и вдова Раджи Бунельханда предстали перед судьей Абадия. Если бы паспорту был менее занят ходом дела, он мог бы заметить в уголке зала сыщика, который следил за ходом судебного заседания с вполне понятным интересом, ибо в Калькуте, так же как в Бомбее и Суэце, ордер на арест все еще не был им получен. Между тем судья Абади приказал занести в протокол признание, вырвавшееся у паспорту, который отдал бы все на свете, лишь бы взять обратно свои неосторожные слова. Признаете ли вы факт преступления? спросил судья. Признаю, холодно ответил мистер Фок. Ввиду того, продолжал судья, что английский закон равно охраняет религиозное верование всех народов, населяющих Индию, и принимая во внимание, что проступок признан обвиняемому паспорту, пытавшимся коснуться кощунственной стопой пола Пагоды Малабархил в Бомбей, 20 октября сего года суд постановляет приговорить вышеупомянутого паспорту к двум неделям тюрьмы и штрафу в 300 фунтов. «Триста фунтов?» — воскликнул паспорту, которого по-настоящему огорчил только штраф. «Молчать!» — крикнул судебный пристав визгливым голосом. Принимая во внимание, продолжал судья Абадия, — что хотя судебным следствием и не был доказан факт сговора слуги его господина в этом деле, но что господин во всех случаях должен отвечать за действия и поступки слуги, суд постановляет приговорить вышеупомянутого Филиаса Фога к восьми дням тюрьмы и полутора фунтам стерлингов штрафа. Секретарь, огласите следующее дело сидя в своем углу, Фикс испытывал невыразимое удовольствие. Филиас Фок задержан в Калькуте на целых восемь дней. А этого времени вполне достаточно для того, чтобы прибыл ордер на его арест. Паспорту был ошеломлен. Этот приговор разорял его господина. Парив 20 тысяч фунтов проиграно, и все из-за того, что он по спорту, как последний зевак, забрел в проклятую пагоду. Филиас Фок, сохраняя полное самообладание, как будто приговор его вовсе не касался, даже бровью не повел. Но когда секретарь начал объявлять следующее дело, он поднялся с места и заявил ⁇ Я предлагаю залог. Это ваше право ⁇ ответил судья. У Фикса Мороз пробежал по спине, но он быстро оправился, когда услышал, что судья, принимая во внимание то обстоятельство, что Фляс Фок и Паспорту не являются жителями Калькуты, назначил для каждого из них огромный залог в тысячу фунтов. Это должно было обойтись мистеру Фогу в две тысячи фунтов, если он не предпочтет отбыть наказание. «Я плачу», — сказал наш джентльмен. Он вынул из саквояжа, который держал паспорту пачку банковых билетов, и положил ее на стол секретаря. «Эта сумма вам будет возвращена по выходе из тюрьмы», — сказал судья. «А пока вы освобождены под залог». «Идем», сказал мистер Фог своему слуге. Пусть они мне, по крайней мере, вернут мои башмаки! В ярости воскликнул паспорту. Башмаки были ему возвращены. Ну и дорого же они мне обошлись. Больше тысячи фунтов каждый! И к тому же еще жмут! бормотал паспорту. Совершенно убитый паспорту последовал за мистером Фогом, который предложил руку молодой женщине. Фикс до последней минуты надеявшийся, что его вор никогда не решится расстаться с суммой в две тысячи фунтов и предпочтет отсидеть восемь дней в тюрьме, бросился вслед за ними. Мистер Фок нанял коляску и сел в нее с миссис Ауды и паспорту. Фикс побежал следом за коляской, которая вскоре остановилась на набережной. В полумиле от них на рейде уже стоял рангун с развивающимся на мачте флагом пробило 11 часов. Мистер Фок прибыл на час раньше расписания. Фикс видел, как он вышел из кареты и вместе с миссис Аудой и паспорту сел в лодку. Сыщик топнул ногой. — Негодяй! — воскликнул он. — Он уезжает. Две тысячи фунтов пропали. Он расточителен, как вор. Ну что ж, если надо, я поеду за ним на край света, но если так пойдет и дальше, он скоро истратит все украденные деньги». Инспектор полиции имел все основания негодовать. Действительно, с тех пор, как Фляс Фок покинул Лондон, он потратил на путевые расходы, награды, покупку слона, залог и штрафы больше 5000 фунтов стерлингов, а ведь по мере уменьшения похищенной суммы уменьшалась и премия сыщика. Глава 16, в которой Фикс делает вид, будто не понимает, о чем с ним ведут речь. Рангун, одно из судов компании Peninsular and Oriental, совершающих рейсы в китайском и японском морях, был железный винтовой пароход, валовой вместимостью, в 1770 тонн и мощностью в 400 лошадиных сил. По быстроходности он был равен Монголии, но в отношении удобств значительно уступал ей. Поэтому миссис Ауду не удалось устроить так хорошо, как того желал бы Филиас Фок но в конце концов дело шло о переезде всего в три с половиной тысячи миль на что требовалось одиннадцать двенадцать дней а молодая женщина оказалась не слишком привередливой пассажиркой в первые же дни путешествия миссис ауда ближе познакомилась с филясом фоком при каждом удобном случае она выражала ему свою живейшую благодарность Флегматичный джентльмен выслушивал ее, во всяком случае, внешне, весьма холодно, по крайней мере, ни единым жестом, ни единой интонацией, не выказывая ни малейших признаков чувства. Он тщательно следил, чтобы молодая женщина ни в чем не испытывала недостатка. В определенные часы он регулярно навещал ее, и если не разговаривал, то, по крайней мере, слушал. Он вел себя в отношении к ней в высшей степени учтиво но действовал при этом со своеобразной грацией автомата. Миссис Ауда не знала, что и думать, пока паспорту не объяснил ей, что за странный человек его господин. От него она узнала, какой пари гонит этого джентльмена вокруг света. Миссис Ауда улыбнулась, но в конце концов она была ему обязана жизнью, и ее спаситель ничего не терял от того, что она смотрела на него сквозь очки признательности. Миссис Ауда подтвердила волнующую историю, которую рассказал о ней проводник. Она действительно происходила из племени парсов, играющего видную роль среди народов, населяющих Индию. Многие парские купцы составляли себе в Индии крупное состояние на торговле хлопком. Один из них, сэр Джемс Джиджибой, даже получил от английского правительства дворянское звание. Миссис Ауда приходилась родственницей этому богатому купцу, проживавшему в Бомбее. К двоюродному брату сэра Джинджи Боя, к почтенному Джиджи, она ехала теперь в Гонконг. Найдет ли она у него убежище и поддержку? Она не могла этого утверждать. Но мистер Фок обычно отвечал, что ей не следует беспокоиться и что все устроится математически. Именно так он и выразился поняла ли молодая женщина это странное выражение? Неизвестно. Во всяком случае, ее большие глаза, прозрачные, как священные озера Гималаев, часто останавливались на мистере Фоге. Но непроницаемый Фог, чопорный, как обычно, отнюдь не походил на человека, готового погрузиться в эти озера. Первая часть переезда на Рангуни прошла в превосходных условиях. Погода стояла хорошая. На всем протяжении огромного залива, который моряки называют Бенгальским бассейном, стихии благоприятствовали путешествия. Вскоре с Рангуна заметили Большой Андаман, главный из Андаманских островов, живописный горой Седл Пик, возвышающийся на 2400 футов и видный мореплавателем с далекого расстояния. Пароход прошел довольно близко от берега. Дикие папуасы, обитатели острова, не показывались. Эти существа находятся на последней ступени человеческой цивилизации, но к людоедам их причисляют без всяких оснований. Вид островов издали был великолепен. На переднем плане выступали громадные леса латаний, капустные пальмы, бамбука, мускатного ореха, индийского дуба, гигантских мимоз и древовидных папоротников, а сзади вырисовывались изящные силуэты гор. Берега кишели тысячами драгоценных саланг, съедобные гнезда которых считаются изысканным блюдом в небесной империи. Но разнообразные пейзажи Андаманских островов быстро промелькнули мимо Рангуна – который на всех порах продолжал свой путь к Малакскому проливу, служащему воротами в Китайское море. Что же делал в продолжении этого переезда сыщик Фикс, столь не кстати, вовлеченный в кругосветное путешествие? Покидая Калькуту, он оставил распоряжение переслать ему ордер на арест мистера Фога, если тот, наконец, будет получен в Гонконг. Садясь на пакетбот, он счастливо избежал встречи с паспорту и рассчитывал остаться незамеченным до прибытия Рангуна в Гонконг. Действительно, Фиксу было бы трудно объяснить паспорту, не возбуждая его подозрений, почему он очутился на борту пакетбота, когда ему следовало находиться в Бомбее. Но в силу обстоятельств ему все же пришлось возобновить знакомство с честным малым. Каким образом? Мы это сейчас увидим. Все надежды, все желания сыщика сосредоточились теперь на одной точке земного шара – Гонконге, так как остановка пакетбота в Сингапуре была слишком кратковременной, чтобы Фикс мог что-либо предпринять в этом городе. Следовательно, он должен был арестовать вора в Гонконге, ибо в противном случае тот снова ускользнул бы от него и на сей раз, так сказать, безвозвратно. Ведь Гонконг был последней английской территорией на пути филиасов Фока. Дальше Китай, Япония, Америка предоставляли почти надежное убежище мистеру Фоку. В Гонконге, если только ордер, который очевидно следует за сыщиком, прибудет вовремя, Фикс арестует Фога и передаст его в руки местной полиции тут не будет никаких затруднений. Но за пределами Гонконга простого ордера на арест уже недостаточно. Там потребуется специальное постановление о выдаче преступника. Отсюда всевозможные задержки, проволочки и препятствия, которыми вор, конечно, не применит воспользоваться, чтобы навсегда ускользнуть от английской полиции. Если попытка арестовать его в Гонконге не удастся, будет крайне трудно, пожалуй, даже невозможно возобновить ее шансами на успех. «Итак», — повторял про себя Фикс в те долгие часы, которые он проводил в каюте, — «Леордер будет в Гонконге, и я арестую этого молодчика, или его там не окажется, и тогда мне необходимо любой ценой задержать отъезд этого фога». В Бомбее у меня сорвалось, в Калькутте тоже. Если я и в Гонконге промахнусь, моя репутация погибла. Во что бы то ни стало, мне надо добиться цели. Вопрос лишь в том, как, как. Как задержать, если понадобится отъезд этого проклятого фога? В крайнем случае Фикс решил во всем признаться паспорту и рассказать ему, что за человек его хозяин. После такого разоблачения поразревший паспорту, который явно не является сообщником ФОГа, из боязни оказаться скомпрометированным, без сомнения перейдет на сторону ФИКСа. Но средство это было рискованное, и воспользоваться им следовало лишь за отсутствием иных возможностей. Достаточно было одного слова паспорту своему господину, чтобы погубить все дело. И так полицейский инспектор находился в величайшем затруднении. Но присутствие миссис Ауды в обществе Филиаса Фога на борту Рангуна наполнило его новыми надеждами. Кто эта женщина? Какое стечение обстоятельств связывало ее с Филиасом Фогом? Очевидно, их встреча произошла где-то между Бомбеем и Калькутой. Но где именно? — только ли случай свел мистера Фога с этой молоденькой путешественницей? Или быть может самое путешествие через Индию было затеяно ради свидания с этой красавицей? Ведь она и вправду очаровательна. Фикс хорошо рассмотрел ее в зале суда в Калькуте. Понятно, до какой степени было возбуждено любопытство полицейского инспектора. Он спрашивал себя, не имеет ли здесь место преступное похищение. Что ж, очень может быть. Эта мысль крепко засела в мозгу Фикса, и он сразу понял, сколько выгоды он мог бы извлечь из этого обстоятельства. Замужем эта молодая женщина или нет, но похищение на лицо, а это значит, что в Гонконге можно устроить ее похитителю такие затруднения, из которых он не выпутается ни за какие деньги. Но зачем же дожидаться прибытия Рангуна в Гонконг? У этого Фога отвратительная привычка скакать с одного корабля на другой, и прежде чем Фикс успеет приступить к делу, он чего доброго окажется уже далеко. Поэтому надо было прежде всего заранее предупредить английские власти в Гонконге. Это сделать легко, ибо пакетбот заходит в Сингапур, а Сингапур связан с китайской территорией телеграфной линии. Однако прежде чем действовать и чтобы бить наверняка, Фикс решил еще раз проспросить паспорту. Он знал, что честному малому нетрудно развязать язык и решил нарушить инкогнито, которое сохранял до тех пор. Терять времени было нельзя. Дело происходило 30 октября. На следующий день Рангун должен был прибыть в Сингапур. Поэтому Фикс вышел в тот день из каюты и поднялся на палубу, намереваясь первым подойти к паспорту и выразить крайнее удивление по поводу встречи. Паспорту прогуливался на передней части палубы, как вдруг к нему бросился инспектор и воскликнул. «Как вы на рангуне? Мистер Фикс здесь?» — воскликнул пораженный паспорту, узнав своего попутчика по Монголии. «Как? Я оставил вас в Бомбее и встречаю на пути в Гонконг? Чего доброго, и вы тоже совершаете кругосветное путешествие?» «Нет-нет», — ответил Фикс. Я думаю остановиться в Гонконге, по крайней мере, на несколько дней». «Вот как?» — протянул паспорту слегка удивленный. «Но почему я вас ни разу не видел после отъезда из Калькуты?» «Да так, небольшое недомогание, морская болезнь. Я оставался в каюте. Бенгальский залив я переношу хуже, чем Индийский океан. А ваш господин, мистер Филиасфок, в полном здравии столь же пунктуален, как его расписание. Ни одного дня опоздания. Ах, мистер Фикс, вы ведь еще не знаете, с нами едет молодая дама. Молодая дама? — спросил полицейский, прекрасно разыгрывая неведение. Паспорту немедленно ввел его в курс событий. Он рассказал о случае в бомбейской пагоде, о покупке слона за две тысячи фунтов, о деле сути, о похищении Ауды, о судебном приговоре в Калькутии и об освобождении под залог. Фикс, осведомленный о последних событиях, делал вид, будто ему ничего не известно, и по паспорту с большим удовольствием рассказывал о своих похождениях столь внимательному слушателю. «Что ж?» — спросил в заключение Фикс. Ваш хозяин собирается увезти эту молодую даму в Европу? Вовсе нет, мистер Фикс. Вовсе нет. Мы просто провожаем ее к родственнику, богатому купцу в Гонконге. Ничего не подделаешь, сказал себе сыщик, стараясь скрыть разочарование. Стаканжина, господин Паспорту? Весьма охотно, господин Фикс. Как не выпить за нашу встречу на Рангуне? Глава 17, в которой во время переезда из Сингапура в Гонконг поднимаются и разрешаются некоторые вопросы. Начиная с этого дня паспорту и сыщик часто встречались, но полицейский держал себя со своим спутником очень осторожно и больше не пытался его расспрашивать раз или два ему удалось увидеть мистера Фога, который охотно проводил время в большом салоне Рангуна или в обществе миссис Ауды, или за своим неизменным вистом. Что касается паспорту, то он начал всерьез задумываться над тем, как случилось, что Фикс еще раз оказался на пути мистера Фога. И действительно, было чему удивляться. Этот приветливый и обязательный джентльмен сначала встречается им в Суэце, садится на Монголию, высаживается в Бомбее, где намеревается задержаться, и вдруг теперь он оказывается на Рангуне, идущем в Гонконг. Словом, в точности следует маршруту мистера Фога. Над всем этим стоило поразмыслить. По меньшей мере, странное совпадение. За кем охотится этот фикс? Паспорту готов был биться об заклад на свои индусские туфли, которые он заботливо сохранил, что Фикс покинет Гонконг в одно время с ними и, вероятно, на том же пароходе. Паспорту мог размышлять хоть целый век, но он никогда бы не догадался, какая миссия поручена сыщику. Ему бы и в голову не пришло, что филиасов Фога выслеживают, как вора по всему земному шару. Но человеческой природе свойственно всему находить объяснение, и паспорту, озаренный внезапной мыслью, объяснил себе и довольно правдоподобно постоянное присутствие мистера Фикса. По его мнению, выходило, что Фикс никто иной, как агент коллег мистера Фога по реформ-клубу, посланный ими для наблюдения за правильным выполнением условий кругосветного путешествия. Это... «Это ясно», — повторял честный малый, гордясь своей проницательностью. «Он шпион, которого эти джентльмены пустили по нашим следам». «Какой недостойный поступок!» «Мистер Фок такой честный, такой порядочный человек, его выслеживают с помощью сыщика!» «Но, господа из реформ-клуба, это вам дорого обойдется!» Восхищенный своим открытием, паспорту все же решил ничего не говорить мистеру Фогу, боясь, что тот будет справедливо оскорблен недоверием, которое ему выказывают противники. Но зато он решил при случае хорошенько поиздеваться над Фиксом и высмеять его, не выдавая себя. В среду, 30 октября, во второй половине дня Рангон вошел в Малакский пролив – отделяющий одноименный полуостров от острова Суматры. Невдалеке от этого острова глазам пассажиров предстала группа живописных гористых островков. А на следующий день в 4 часа утра Пакетбот, выиграв полдня против расписания, пришвартовался в Сингапуре, чтобы пополнить свои запасы угля. Филиас Фок записал этот выигрыш времени в графу прибыли. На сей раз наш джентльмен сошел на берег, так как миссис Ауда выразила желание прогуляться. Фикс, которому все действия Фога казались подозрительными, незаметно последовал за ними. А паспорту, смеясь про себя над маневрами Фикса, отправился, как обычно, за покупками. Остров Сингапур невелик и не производит внушительного впечатления. Ему не достает гор, то есть рельефа. Тем не менее, он по-своему очарователен. Это огромный парк, прорезанный прекрасными дорогами. Красивый экипаж, запряженный изящными лошадками, вывезенными из Новой Голландии, первоначальное название Австралии, помчал миссис Ауду и флясов Фога по одной из этих дорог. Среди чаще пальм с блестящими листьями и гвоздичных деревьев, покрытых полураспустившимися бутонами, заросли перца заменяли здесь стерновые изгороди европейских деревень. Высокие древовидные папоротники создавали чисто тропический пейзаж. Мускатные деревья с покрытыми лаком листьями наполняли воздух пряным ароматом. Лес был полон подвижных, гримасничающих обезьян. В зарослях наверное водились тигры. Тем кто спросит почему на таком сравнительно маленьком острове до сих пор не истреблены эти кровожадные хищники следует ответить, что тигры добираются сюда вплавь через пролив с малакского полуострова. После двухчасовой прогулки по острову Миссис Ауда и ее спутник, который смотрел вокруг себя, мало что замечая, вернулись в город, в это скопище тяжеловесных и приземистых домов, окруженных прелестными садами, где произрастают мангустаны, ананасы и другие вкуснейшие плоды мира. В десять часов Фок и его дама поднялись на пакетбот. Не подозревая, что всю дорогу их сопровождал полицейский инспектор, которому пришлось для этого потратиться на найм экипажа, паспорту ожидал их на палубе рангуна. Он купил несколько дюжин плодов мангустана, плодети, величиной со среднее яблоко, темно-коричневые снаружи и ярко-красные внутри. Их белая мякоть тает во рту и очень ценится истинными знатоками. Паспорту был весьма счастлив предложить эти плоды миссис Ауди, которая ласково поблагодарила его за это. В 11 часов Рангун, наполнив бункеры углем, снялся с якоря, и несколько часов спустя пассажиры уже потеряли из виду высокие горы Малаки, густые леса которых дают приют самым великолепным тиграм на земном шаре. Приблизительно 1300 миль отделяет Сингапур от острова Гонконга, небольшого клочка британской территории вблизи китайского берега. Филиас Фок был очень заинтересован в том, чтобы проделать оставшийся путь самое большее за 6 дней и успеть сесть в Гонконге на пароход, отходивший 6 ноября в один из главных портов Японии – Иокагаму. Рангун был сильно нагружен. В Сингапуре село много пассажиров – индусов, цейлонцев, китайцев, малайцев, португальцев. Большинство из них разместилось во втором классе. Стоявшая до да то ли хорошая погода с последней четвертью луны испортилась. На море поднялось сильное волнение. Ветер несколько раз переходил в сильный бриз, но дул, к счастью, с востока, что благоприятствовало ходу судна. Едва лишь представлялась возможность, капитан приказывал ставить паруса. Пароход, превращаясь в брик, плыл под двумя марселями и фоком, и его скорость, благодаря объединенной силе пара и ветра, значительно возрастала. Так преодолевая сильную, хотя и короткую, но подчас весьма изнуряющую волну, судно прошло мимо берегов Анама и Конхинхи. Но повинно в качке было скорее судно, нежели море, и большинству страдавших от морской болезни пассажиров Рангуна следовало жаловаться именно на пакетбот. Действительно, корабли компании «Пенинсюлер», плавающие в китайских морях, обладают серьезным конструктивным недостатком. Осадка груженного судна и высота надводного борта плохо рассчитаны, поэтому суда эти слабо сопротивляются бурному морю. Их запас плавучести невелик, и они, как выражаются моряки, легко потопляемы. В связи с этим обстоятельством достаточно нескольких тяжелых валов, чтобы резко изменить их скорость. Если не по мощности паровых машин, то по своим мореходным качествам эти суда значительно уступают таким судам французской компании-мессажери, как императрица и Камбоджа, которые, соответственно, техническим расчетам могут выдержать до полного погружения вес воды, равный их собственному весу, тогда как суда компании Peninsular Галгонда, Кореи и тот же Рангун рискуют пойти ко дну под давлением воды, равным лишь одной шестой части их веса. Поэтому в дурную погоду надо было принимать серьезные меры предосторожности – Иногда судну даже приходилось под небольшими парами ложиться в дрейф. Эта потеря времени, по-видимому, нисколько не отражалась на настроение Филиаса Фога, но выводила из себя паспорту. Тогда он обвинял капитана, механика, компанию и посылал к чертям всех имеющих хоть какое-нибудь отношение к перевозке пассажиров. Возможно, что мысль о газовом рожке, горящем за его счет в доме на севере Роу, в значительной мере объясняла его нетерпение. «Вы, значит, очень спешите в Гонконг?» — спросил его однажды сыщик. «Очень спешим», — ответил паспорту. «Вы полагаете, что мистер Фокс стремится застать пароход на Иокагаму в высшей степени? Так вы теперь поверили в это кругосветное путешествие?» «Вполне», а вы, мистер Фикс? Я? Я не верю. Шутник! воскликнул подмигнув паспорту. Это замечание заставило сыщика задуматься. Эпитет употребленный паспорту почему-то встревожил его. Не разгадал ли его француз? Он не знал, что подумать. Как мог, однако, паспорту узнать, что Фикс? Сыщик, когда это оставалось тайной для всех. А между тем, говоря, с ним в таком тоне паспорту несомненно таил какую-то заднюю мысль. В другой раз паспорту пошел еще дальше. Он не в силах был держать язык за зубами. Послушайте, мистер Фикс, обратился он с хитрым видом к своему собеседнику. Неужели нам, к глубочайшему сожалению, придется расстаться с вами по приезде в Гонконг? я право не знаю ответил растерявшийся сыщик может быть мне эх сказал паспорту если бы вы нас сопровождали и дальше это было бы прямо счастьем для меня право агент восточной индийской компании не может остановиться на полдороги Выехали только до Бомбея, а вот уже скоро и Китай, и недалеко и Америка, а от Америки рукой подать до Европы. Фикс внимательно посмотрел на своего собеседника, который улыбнулся ему самым любезным образом и также решил рассмеяться. Паспорту, который был в ударе, спросил его, «Э, прибыльно ли ваше ремесло? И да, и нет, ответил Фикс, не моргнув. Бывают дела хорошие и плохие, но вы ведь сами понимаете, что я путешествую не за свой счет. О, -о, -о уж в этом-то я не сомневаюсь, воскликнул паспорту, заливаясь смехом. На этом беседа закончилась. Фикс вернулся к себе в каюту и задумался. Очевидно, его разгадали. Так или иначе, но француз пронюхал, что он сыщик. Но предупредил ли он своего господина? Какую роль он сам играет во всей этой истории? Соучастник он или нет? Неужели дело раскрыто и, следовательно, проиграно? Сыщик провел несколько трудных часов. То он думал, что все пропало, то надеялся, что Фок ничего не знает о создавшемся положении. Словом, Фикс не знал, что предпринять. Но затем он успокоился и решил действовать с паспорту в открытую. Если ему не удастся арестовать Фога в Гонконге, и тот приготовится на сей раз окончательно покинуть британскую территорию, то он, Фикс, все откроет паспорту. Если слуга – сообщник своего господина и все рассказал тому, тогда дело плохо. Если же слуга не замешан в краже, тогда в его интересах будет покинуть вора. Таковы были взаимоотношения этих двух людей, а над ними в своем величественном бесстрастии парил Филиас Фок. Он деловито описывал орбиту вокруг земного шара, нисколько не беспокоясь о тяготеющих к нему спутниках. А между тем в соседстве с ним находилась, говоря языком астрономов, возмущающая звезда, которая, казалось бы, должна была произвести некоторые пертурбации в сердце нашего джентльмена. Но нет. Прелести миссис Ауды, к крайнему удивлению паспорту, не производили этих пертурбаций. А если таковые и происходили, то во всяком случае их было труднее вычислить, чем те пертурбации урана, благодаря которым был открыт Нептун. Паспорту удивился этому с каждым днем все больше и больше, Особенно потому, что в глазах молодой женщины он считал столько признательности к его господину. Но, как видно, филиас Фок обладал сердцем, способным лишь на героические, а не на любовные порывы. Не было в нем и признаков озабоченности, неизбежной в столь рискованном путешествии. Зато паспорту находился в постоянном волнении. Однажды, опершись на поручни, ограждающие спуск в машинное отделение, он смотрел на мощную машину, которая по временам вся сотрясалась, когда при сильной качке над водой появлялся бешено вращавшийся винт. И пар вырывался тогда из клапанов, что вызывало ярость честного малого. «Эти клапаны плохо работают!» — кричал он. «Мы не движемся! У этих англичан всегда так!» Будь это американский пароход, он, быть может, и взорвался бы, но все же шел бы скорей. глава 18, в которой Филиас Фок, Паспорту и Фикс занимаются каждый своим делом. В последние дни плавания стояла довольно ненастная погода. Дул сильный северо-западный ветер, мешавший ходу су. Малоустойчивый рангун сильно качало, и пассажиры справедливо негодовали на огромные валы, вызывавшие тошноту. 3 и 4 ноября разразилось что-то вроде бури, шквал яростно хлестал по волнам. Рангун вынужден был на целые полдня лечь в дрейф, его винт делал лишь по 10 оборотов в минуту, чтобы судно могло хотя бы противиться волнам. Все паруса были убраны, и ветер ревел среди голых снастей. Скорость пакетбота, естественно, сильно уменьшилась, и можно было предполагать, что если буря не утихнет, то он придет в Гонконг с опозданием часов на 20, если не больше против времени, установленного расписанием. Филиас Фокс с обычной невозмутимостью взирал на разъяренное море, которое, казалось, вступило с ним в единоборство. Его чело ни на мгновение не омрачалось, хотя опоздание на 20 часов могло нарушить весь ход его путешествия, ибо он рисковал опоздать к отплытию парохода Гамму. Но этот человек без нервов не ощущал ни беспокойства, ни волнения. Казалось, что налетевшая буря также входила в его расписание, что он и ее предвидел. Миссис Ауда, заговорив со своим спутником об этой досадной помехе, убедилась, что он столь же спокоен, как и всегда. Но Фикс смотрел на все это другими глазами. Совсем другими. Буре ему это даже нравилось. Восторга его, конечно, не было бы границ, если бы Рангун под напором шторма вдруг повернул бы назад всякое опоздание было бы ему на руку, так как оно могло заставить мистера Фога задержаться на несколько дней в гонконге. Словом небесной стихии со шквалами и бурями были козырями в его игре. Правда ему немного не здоровилось, но какое-то имело значение. Он не обращал внимания на тошноту и хотя его всего корчило от морской болезни, в душе он испытывал огромное удовлетворение. Легко себе представить, с какой нескрываемой яростью встретил это испытание паспорту. До сих пор все шло так замечательно. Земля и вода, казалось, покорно служили его господину. Проходы и поезда слушались его, ветер и пар объединялись, чтобы содействовать его путешествию. Неужели теперь пробил час разочарований? Паспорту не находил себе места, словно сумму в 20 тысяч фунтов предстояло выплатить из его кошелька. Буря раздражала его. Шквал приводил в бешенство, и он охотно высек бы это непокорное море. Бедный малый. Фикс заботливо скрывал от него свое удовлетворение и хорошо делал, так как если бы паспорту догадался его тайной радости сыщику пришлось бы пережить несколько неприятных минут. В продолжении всего шторма паспорту не покидал палубы Рангуна. Он не мог оставаться внизу. Он карабкался на мачты, помогая матросам, и удивлял весь экипаж своей обезьяне ловкостью и проворством. Сотни раз он задавал один и тот же вопрос капитану, офицерам, матросам, которые не могли удержаться от смеха, видя растерянность честного малого. Паспорту хотел наверняка знать, сколько времени продлится буря. Его отсылали к барометру. Он тряс его, но ни толчки, ни оскорбления, которыми он осыпал безответный барометр, не помогали. Тот и не думал подниматься. Наконец шторм утих. Днем 4 ноября состояние моря улучшилось. Ветер переместился на два румба к югу и вновь сделался благоприятным. Лицо паспорту прояснилось вместе с погодой. Поставили Марсели и нижние паруса, и Рангун с большой скоростью вновь устремился вперед. Но наверстать потерянное время полностью было уже невозможно. С этим надо было примириться. Земля показалась только 6 ноября в 5 часов утра. По расписанию Филиас Фок должен был прибыть в Гонконг 5, -го, но прибыл только 6 ноября. Он опаздывал, следовательно, на целые сутки и волей-неволей должен был пропустить пароход на Йокогаму. В шесть часов лоцман поднялся на борт Рангуна и стал на мостик, чтобы ввести судно в гонконгский порт. Паспорту умирал от желания спросить его, ушел ли пакетбот в Йокогаму, но не решился, желая сохранить до последней минуты хотя бы тень надежды. Он поделился с Фиксом своим беспокойством, и тот, хитрая лиса, начал его утешать, говоря, что мистер Фок может поехать и со следующим пароходом. Это привело паспорту в дикую ярость. Но если паспорту так и не отважился заговорить с лоцманом, то мистер Фок, заглянув в путеводитель, хладнокровно спросил лоцмана, не знает ли он, когда уходит из Гонконга какой-нибудь пароход в Йокогаму. «Завтра, с утренним приливом», — ответил Лоцман. «Вот как», — сказал мистер Фок, не выражая ни малейшего удивления. Присутствовавший при этом разговоре по спорту, охотно рассталовал бы Лоцмана, зато Фиксу захотелось свернуть моряку шею. «Как называется этот пароход?» — спросил мистер Фок. «Карнатик», — ответил Лоцман. «Разве он не должен был отплыть вчера?» Вы правы, сударь, но на нем пришлось ремонтировать один из котлов, и поэтому он отойдет лишь завтра. Благодарю вас, сказал мистер Фок и возвратился в салон своей размеренной походкой. Что касается паспорту, то он стиснул руку Лоцмана и сильно потряс ее, восклицая «Вы, Лоцман, молочина!» Лоцман, конечно, так и не узнал, почему его ответ вызвал столь дружеские излияния. Раздался свисток, и он, поднявшись на капитанский мостик, повел покетбот среди целой флотилии Джонок, лодок, рыболовных суденышек и кораблей всех видов, теснившихся на гонконском рейде. В час дня Рангун пришвартовался к набережной, и пассажиры начали высаживаться. Надо признать, что случай сильно помог Филиасу Фоку. Если бы Карнатику не понадобилось ремонтировать котел, он отплыл бы 5 ноября. И путешественникам, отправляющимся в Японию, пришлось бы 8 дней дожидаться следующего парохода. Правда, мистер Фок опоздал на целые сутки, но это опоздание не могло иметь гибельных последствий для его дальнейшего пути. Отплытие парохода, курсирующего через Тихий океан между Йокогамой и Сан-Франциско, согласовано с приходом пакетбота из Гонконга, и он не может отойти до прибытия последнего. Правда, в Йокогаме Филиас Фок будет на сутки позже против расписания. Но это опоздание легко нагнать во время 22-дневного пути через Тихий океан. Таково было положение Филиаса Фога на 35-й день после его отъезда из Лондона. Карнатик должен был отплыть на завтра в 5 часов утра, так что в распоряжении мистера Фога имелось 16 часов, чтобы заняться делами, то есть устройством миссис Ауды. Сойдя с парохода, он предложил молодой женщине руку и проводил ее до Паланкина. Он попросил носильщиков указать ему лучший отель, те назвали гостиницу «Клуб». Планкин, сопровождаемый паспорту, пустился в путь и через 20 минут прибыл к месту назначения. Для молодой женщины были сняты отдельные комнаты, и Филиас Фок позаботился, чтобы она ни в чем не нуждалась. После этого он сообщил миссис Ауди, что немедленно отправляется разыскивать ее родственника, на попечение которого он должен был ее оставить в Гонконге. Одновременно с этим он приказал паспорту не покидать гостиницы, чтобы молодая женщина не оставалась одна. Наш джентльмен приказал доставить себя на биржу. Там, несомненно, должны были знать такого человека, как почтенный Джиджи, который считался одним из богатейших коммерсантов города. Маклер, к которому обратился мистер Фок, действительно знал этого негоцианта Парса, но тот уже два года как не жил в Китае. Составив себе большое состояние, он переселился в Европу, как предполагали, в Голландию, ибо в этой стране у него были большие связи по прежней коммерческой деятельности. Филиас Фог тотчас же вернулся в гостиницу и попросил у миссис Ауды разрешение повидать ее. Без долгих предисловий он сообщил ей, что почтенный джиджи -Джи больше не живет в Гонконге и, вероятнее всего, поселился в Голландии. Сначала миссис Ауда ничего не ответила. Она провела рукой по лицу и задумалась. Потом своим нежным голосом спросила. «Что же мне теперь делать, мистер Фок?» «Очень просто», — ответил джентльмен. «Отправиться в Европу». «Но я не могу так злоупотреблять. Вы ничем не злоупотребляете. И ваше присутствие нисколько не нарушает моих планов». «Паспорту?» «Что угодно?» – спросил паспорту. «Отправляйтесь на Карнатик и закажите три каюты». Восхищенный возможностью продолжать путешествие в обществе молодой женщины, которая была с ним так ласково, паспорту тотчас же помчался на пароход. Глава 19, в которой описывается, как паспорту проявил слишком живой интерес к делам своего господина и то, что из этого вышло. Гонконг – небольшой остров, который по Нанкинскому договору после войны 1842 года перешел во владение Англии. За несколько лет колонизаторской деятельности предприимчивая Великобритания выстроила здесь крупный город и создала порт, назвав его Виктория. Островок этот расположен в устье реки Кантон и отделен лишь 60 милями от португальского города Макао, стоящего на другом берегу реки. Гонконг неизбежно должен был победить в коммерческой войне Макао, и ныне большая часть китайского транзита проходит через английский город. Глядя на его доки, верфи, пагаусы, больницы, на его готический собор, на его мощенные щебнем улицы, можно подумать, что находишься не в Китае, а в одном из торговых городов графства Кент или Сэррей, прорезавших толщу земного шара и вынурнувших на его противоположной стороне паспорту, засунув руки в карманы, направился в порт, глазея на паланкины, эти крытые носилки, еще не вышедшие из моды в небесной империи, и с любопытством рассматривая толпы китайцев, японцев и европейцев, наполнявших улицы. За малым исключением это был все тот же Бомбей, Калькута или Сингапур, вновь оказавшиеся на пути нашего славного малого цепь английских городов тянулась вокруг всего земного шара. Паспорту пришел в порт Виктория. Там в устье реки Кантон стояло множество судов всех национальностей – английских, французских, американских, голландских, военных кораблей и коммерческих судов – японских и китайских лодок, джонок сампанов и даже лодок с цветами, образовавших на воде плавучие цветники. Прогуливаясь по спорту, заметил несколько очень старых китайцев, одетых во все желтое. Зайдя в цирюльню, чтобы побриться на китайский манер, он узнал от местного фигаро, бегло говорившего по-английски, что каждому из этих стариков исполнилось по крайней мере 80 лет, и что, достигнув этого возраста, они получили право носить желтый цвет, который в Китае является императорской привилегией. Сам не зная почему, паспорту нашел это весьма забавным. Побрившись, он вернулся в порт, где стоял карнатик, и заметил там фикса, который прогуливался взад и вперед. Паспорту нисколько не удивился этой встрече, но он прочел на лице полицейского живейшую досаду и растерянность. Ага! воскликнул про себя паспорту. Видно, неважные дела у джентльменов из реформ-клуба. Сделав вид, что не замечает дурного настроения Фикса, он, с сияющей улыбкой, подошел к нему. Сыщик имел достаточно оснований проклинать свое роковое невезение ордера на арест все еще не было. Очевидно, он путешествует вслед за ним и может настичь его лишь в том случае, если Фикс на несколько дней задержится в каком-нибудь городе. Но так как Гонконг был последней английской территорией на пути Фога, то следовало во что бы то ни стало задержать его здесь, чтобы он окончательно не ускользнул. «Ну как, мистер Фикс, вы все же надумали сопровождать нас до Америки?» — спросил паспорту. «Да», — процедил сквозь зубы Фикс. «Вот как!» — воскликнул с громким хохотом паспорту. «Я знал, что вы не можете расстаться с нами. Ну что ж, идемте, заказывайте себе каюту». И они вместе вошли в бюро морских сообщений и заказали четыре каюты. При этом служащий предупредил их, что ремонт Карнатика закончен и пакетбот уйдет не на следующее утро, как предполагалось, а в этот же день в 8 часов вечера. «Великолепно!» — заметил паспорту. «Это вполне устраивает моего господина. Пойду его предупредить». Тут Фикс отважился на крайнее средство. Он решил все открыть паспорту. Это был, пожалуй, единственный способ на несколько дней задержать Филиаса Фога в Гонконге. Выйдя из бюро, Фикс предложил своему спутнику зайти в таверну освежиться. У паспорту было еще время. Он принял приглашение Фикса. На набережной им попалась таверна. У нее был очень заманчивый вид. Оба вошли в нее. Это был просторный, хорошо убранный зал, в глубине которого стояло что-то вроде огромной походной кровати со множеством подушек. На ней лежало несколько спящих. Человек 30 посетителей сидело за маленькими столиками из плетенного тростника. Одни пили английское пиво, эль или портер, другие предпочитали алкогольные напитки, ликер, джин или бренди. Кроме того, большинство курило длинные глиняные трубки, набитые шариками опиума, смешанного с розовой эссенцией. Время от времени кто-нибудь из курильщиков терял сознание и скатывался под стол, и тогда двое официантов хватали его за голову и за ноги и клали на кровать, где уже лежало около 20 человек в последней стадии опьянения. Фикс и паспорту поняли, что попали в одну из тех курилин, куда сходятся несчастные, исхудалые, тупевшие и впавшие в слабоумие люди, которым предприимчивая Англия продает ежегодно на 260 миллионов франков губительного снадобья, называемого опиумом. Презренные миллионы получены от использования одного из самых губительных человеческих пороков. Китайское правительство давно стремится путем суровых законов пресечь это зло, но тщетно. От обеспеченных слоев населения, которым некогда было представлено исключительное право курения опиума, эта привычка перешла к широким слоям народа, и вред, производимый ею, не мог уже быть ограничен. В Китае опиум курит всюду, и особенно в центральной части страны. Мужчины и женщины предаются этой пагубной страсти и, привыкнув вдыхать дым опиума, уже не могут без этого обходиться, не испытывая мучительных судорог в желудке. Привычный курильщик может выкурить в день до восьми трубок, но через пять лет такой жизни он умирает. В одну из этих многочисленных даже в Гонконге курилин и попали фикс и паспорту, желавшие немного освежиться. У паспорту не было с собой денег, но находно воспользовался любезностью своего спутника, рассчитывая отплатить ему в свое время тем же. Они спросили две бутылки портфейна, которым француз воздал должное. Фикс, более сдержанный, наблюдал за своим спутником с особым вниманием говорили о том, о сём, и больше всего о прекрасной идее Фикса также совершить путешествие на Карнатике. Вспомнили о том, что проход должен отойти на несколько часов раньше назначенного срока. Паспорту, опорожнив обе бутылки, поднялся, чтобы пойти предупредить своего господина. Фикс удержал его. «Минутку», — сказал он. Что вы хотите, мистер Фикс? Мне надо с вами потолковать о серьезных делах. О серьезных делах? воскликнул Паспорту, допивая несколько капель вина. Ну что ж, мы поговорим о них завтра. Сегодня мне некогда. Останьтесь, настаивал Фикс. Дело касается вашего господина. Паспорту при этих словах внимательно посмотрел на своего собеседника. Выражение лица Фикса показалось ему странным. Он снова сел. «Что вы хотите мне сообщить?» — спросил он. Фикс понизил голос и, взяв за локоть своего собеседника, сказал. «Вы догадались, кто я такой?» «Еще бы!» — усмехнулся паспорту. «Тогда я вам признаюсь во всем». «Теперь, когда я и так все знаю, приятель!» Вот уж совсем не умно. Ну ладно, ладно, валяйте. Но сначала позвольте мне сказать, что ваши джентльмены напрасно потратились. Напрасно? Спросил Фикс. Вам легко говорить. Сразу видно, что вы не знаете, какая сумма. Очень хорошо знаю, ответил паспорту. Двадцать тысяч фунтов. Пятьдесят пять тысяч фунтов, поправил Фикс, сжимая руку француза. «Как?» — воскликнул паспорту. «Мистер Фок рискнул пятьдесят пять тысяч фунтов? Ну тогда еще больше оснований не терять ни минуты!» — добавил он, вновь поднимаясь из-за стола. «Пятьдесят пять тысяч фунтов!» — повторил Фикс, насильно усаживая паспорту на место и приказав принести еще бутылку бренди. «В случае успеха я получу премию в две тысячи фунтов», Хотите 500 фунтов при условии, что вы мне поможете? — Помогу вам! — воскликнул паспорту, вытаращив глаза от изумления. — Да, поможете мне на несколько дней задержать господина Фога в Гонконге. — Это еще что такое? — Что за вздор вы говорите? — вскричал паспорту. Мало того, что ваши джентльмены следят за моим господином, сомневаются в его порядочности, они еще вздумали чинить ему препятствия. Мне просто стыдно за них. — Как? Что вы этим хотите сказать? — спросил Фикс. — Я хочу сказать, что это просто неприлично. Это все равно, что обобрать мистера Фога и вынуть у него деньги из кармана. Именно к этому мы и стремимся. Так это же западня! — воскликнул паспорту, возбужденный действием бренди, ибо Фикс все время наполнял его стакан и честный малый пил, не переставая. «Настоящая западня! А еще называются коллеги, джентльмены!» Фикс ничего не понимал. «Коллеги!» — продолжал кричать паспорту. «Члены реформ-клуба! Знаете же, мистер Фикс, мой господин...» честный человек. И раз уж он заключает пари, то выполняет его по всем правилам. «За кого вы меня принимаете?» — спросил Фикс, пристально вглядываясь в паспорту. «Черт возьми! Конечно же, за агента членов реформа клуба, которому поручено проверять маршрут моего господина, что в высшей степени...» унизительно. Вот почему, хотя я уже давно вас разгадал, я, разумеется, ничего не сказал мистеру Фогу. Он ничего не знает? — живо спросил Фикс. — Ничего, — ответил паспорту, еще раз осушая свой стакан. Сыщик провел рукой по лбу. Он не решался продолжать разговор. Что ему надлежало предпринять? заблуждение паспорту казалось искренним, но это еще более затрудняло выполнение плана агента было очевидно, что француз говорил совершенно чистосердечно и отнюдь не был соучастником своего господина, а ведь этого соучастия фикс и боялся больше всего ну что ж подумал сыщик раз он не соучастник он мне поможет и сыщик вторично решился. Впрочем, у него больше не было времени ждать. Любой ценой надо было задержать Фога в Гонконге. «Слушайте», — быстро заговорил Фикс, — «слушайте меня хорошенько. Я вовсе не тот, за кого вы меня принимаете. Я не агент членов реформ-клуба». «Вот как!» — протянул паспорту, насмешливо глядя на него. «Я полицейский инспектор», у меня поручение от столичной полиции. Вы полицейский инспектор? Да. И я это вам сейчас докажу, продолжал Фикс. Вот мои полномочия. Полицейский агент вытащил из бумажника свои документы и показал своему собеседнику полномочия, подписанные начальником лондонской полиции. Опешивший паспорту, лишившись дара речи, смотрел на Фикса. Пари, мистер Фога, продолжал Фикс, лишь предлог, с помощью которого он надул и вас, и своих коллег по реформ-клубу, ибо он заинтересован в том, чтобы обеспечить себе ваше невольное соучастие. Но в чем? воскликнул паспорту. Слушайте. 29 сентября в английском банке была совершена кража 55 тысяч фунтов стерлингов, человеком, приметы которого установлены. Так вот, смотрите, они точь-в-точь точь соответствуют наружности Фога. «Ну вот еще!» — закричал паспорту, ударяя своим могучим кулаком по столу. «Мой господин — самый честный человек на свете!» «А почем вы знаете?» возразил Фикс. Он ведь вам вовсе не знаком. Поступили вы к нему в день отъезда, а выехал он поспешно, воспользовавшись нелепым предлогом, даже без вещей, захватив с собой лишь большую сумму денег. Вы осмеливаетесь после этого утверждать, что он честный человек. Да-да! Машинально повторял бедный Малый. Вы что ж, хотите быть арестованным, как его соучастник? Паспорту схватился за голову. Он был неузнаваем. Он не смел взглянуть на полицейского инспектора. Филиас Фок — вор. Он спаситель Ауды, смелый и великодушный человек. А между тем, какие жестокие улики выдвинуты против него. Паспорту постарался отбросить все подозрения, возникшие в его мозгу. Нет, он не хотел верить в виновность своего господина. В конце концов, чего вы от меня хотите? спросил он сыщика с страшным усилием воли, овладев собою. Вот чего ответил сыщик. Я проследил господина Фога до Гонконга, но этого мало. До сих пор не получен приказ об его аресте, который я затребовал из Лондона. Вы должны помочь мне задержать его в Гонконге. — Я? Чтобы я... — А я поделюсь с вами премией в две тысячи фунтов стерлингов, обещанной английским банком. — Никогда! — ответил паспорту, который попытался подняться и снова упал на стул, чувствуя, что и силы, и разум изменяют ему мистер Фикс, — произнес он, заикаясь, — если даже все, что вы мне говорили, правда, если даже мой господин тот самый вор, которого вы разыскиваете, хотя я отвергаю это, я был... Я у него на службе, и я видел, что он добр и великодушен. Предать его никогда. Ни за какие блага мира. Я не из такого теста сделан. Вы отказываетесь? Отказываюсь. Будем считать, что я ничего не говорил, сказал Фикс. А теперь выпьем. Да, выпьем паспорту, чувствовал, что пьянеет все больше и больше. Фикс, понимая, что надо любой ценой разлучить слугу и господина, решил его доконать. На столе лежало несколько трубок, набитых опиумом. Одну из них Фикс взял и сунул в руку паспорту, тот поднес ее к губам, зажег и сделал несколько затяжек. Голова его отяжелела под действием яда и склонилась на стол. Наконец-то, сказал Фикс, глядя на неподвижного паспорту, наш господин Фог не будет предупрежден вовремя об отходе Карнатика, а если он все же уедет, то по крайней мере без этого проклятого француза. И он вышел из Таверны, заплатив по счету. Глава 20, в которой Фикс входит в непосредственные отношения с Филиасом Фогом. Во время вышеописанной сцены, которая могла иметь столь серьезные последствия для судьбы мистера Фога, этот джентльмен сопровождал миссис Ауду в прогулке по английским кварталам города. С тех пор, как миссис Ауда приняла его предложение проводить ее до Европы, ему приходилось заботиться обо всех мелочах, необходимых для столь далекого путешествия. Когда англичанин его склада совершает кругосветное путешествие с одним лишь саквояжем в руках, это еще куда ни шло. Но женщина, конечно, не способна проделать столь долгий путь в таких условиях. Поэтому возникла необходимость приобрести ей одежду и все нужное для путешествия. Мистер Фок выполнил эту обязанность с присущим ему спокойствием, и на все извинения и протесты, смущенной такой любезностью молодой вдовы, неизменно отвечал. «Это в интересах моего путешествия. Это входит в мою программу». Сделав покупки, мистер Фок и молодая женщина вернулись в гостиницу и пообедали за роскошно сервированным столом. Затем немного уставшая миссис Сауда поднялась к себе в комнату, пожав на английский манер руку своему невозмутимому спасителю. А почтенный джентльмен на весь вечер погрузился в чтение Таймса и Иллюстрейтед Лондон Ньюс. Будь он человеком, способным чему-нибудь удивляться, его, наверное, изумило бы отсутствие паспорту, который не появился к часу, положенному для отхода ко сну. Но зная, что пакетбот на Икогаму покидает Гонконг лишь на следующий день утром, мистер Фок не придал этому большого значения. Утром на его звонок паспорту тоже не явился. Что подумал почтенный джентльмен, узнав, что его слуга вообще не вернулся в гостиницу, этого никто не может сказать. Мистер Фок ограничился тем, что взял свой саквояж, послал предупредить миссис Ауду и приказал нанять паланкин. Было еще только 8 часов. Полный прилив, которым должен был воспользоваться Карнатик, чтобы выйти в открытое море, ожидался в половине десятого. Паланкин прибыл к дверям гостиницы. Мистер Фок и миссис Ауда заняли места в этом комфортабельном экипаже. Багаж следовал за ними в тележке. Через полчаса наши путешественники были уже на пристани. И там мистер Фок узнал, что Карнатик отплыл накануне. Мистер Фок, который рассчитывал на те одновременно и пакетбот, и своего слугу, не нашел ни того, ни другого. На его лице не промелькнуло и тени досады, а в ответ на тревожный взгляд миссис Ауды он только произнес. «Сударыня, это простая случайность, не больше». В эту минуту к ним приблизился какой-то человек, внимательно наблюдавший за ними издалека. То был полицейский инспектор Фикс, он поклонился и сказал. — Сударь, вы, наверное, как и я, один из пассажиров, прибывших вчера на Рангуне. — Да, — холодно ответил мистер Фок. — Но я не имею чести... — Извините меня. Я рассчитывал найти здесь вашего слугу. — А вы знаете, где он? — живо спросила молодая женщина. — Как? Разве он не с вами? — с притворным удивлением сказал Фикс. — Нет, — ответила миссис Ауда. Он не появлялся со вчерашнего дня. Не уехал ли он без нас на Карнатике? Без вас, сударыня, — протянул агент. — Но простите за нескромный вопрос. Вы, стало быть, рассчитывали отплыть на этом пакетботе? — Да, сударь. — Я тоже, сударыня. И теперь я в полном отчаянии. Карнатик закончил ремонт раньше времени и покинул Гонконг 12 часов тому назад, не предупредив никого из пассажиров. И теперь придется ждать 8 дней до следующего парохода. Говоря 8 дней, Фикс чувствовал, как его сердце колотится от радости. 8 дней. Фокс задержан на 8 дней в Гонконге. За это время придет ордер на его арест. Наконец-то судьба улыбнулась представителю закона. Его словно обухом ударили по голове, когда он услышал, как Филиас Фок спокойно произнес. «Но ведь в Гонконге должны быть, мне кажется, и другие корабли, помимо Карнатика». И мистер Фок, предложив руку миссис Ауди, отправился к докам в поисках отплывающего судна. Ошеломленный Фикс следовал за ним. Можно было подумать, что какая-то нить привязала его к этому человеку. Но, как видно, судьба окончательно изменила тому, кому так исправно Датоли служила. Филиас Фок в продолжении трех часов исходил гавань вдоль и поперек. Он решил, если понадобится, зафрахтовать специальное судно до Йокогамы, но видел лишь суда, которые стояли под погрузкой или выгрузкой, и, следовательно, не могли сняться с якоря. В сердце Фикса оживала надежда. Однако мистер Фок не падал духом. Он продолжал свои поиски, готовый добраться даже до Макао, как вдруг его остановил во внешней гавани какой-то моряк. — Ваша милость ищет корабль, — сказал он, снимая шляпу. — У вас есть готовый к отплытию корабль? — спросил мистер Фок. — Да, лоцманское судно номер 43, лучшее во всей флотилии. — Хороший ход? — От восьми до девяти миль. Желаете взглянуть на него? — Да. — Ваша милость останется довольна. — Ведь дело идет о морской прогулке? — Нет. — О путешествии. — О путешествии? — Возьметесь вы доставить меня в Йокогаму? При этих словах моряк вытаращил глаза и замахал руками. — Ваша милость изволит смеяться! — Нет, я опоздал к отплытию Карнатика, а мне необходимо не позднее 14-го быть в Йокогаме, чтобы застать пароход на Сан-Франциско. Очень сожалею, но... но это невозможно. Я вам предлагаю 100 фунтов в день и премию в 200 фунтов, если вы доставите меня вовремя. Это серьезно? Спросил Лоцман. Совершенно серьезно, ответил мистер Фок. Лоцман отошел в сторону, он смотрел на море, очевидно, борясь между желанием заработать такую громадную сумму и боязнью пуститься в столь далекий путь. Фикс смертельно волновался. В это время мистер Фок, обернувшись к миссис Ауди, спросил, «Вам не будет страшно, сударыня?» «С вами, мистер Фок, нет», — ответила молодая женщина. Лоцман вновь подошел к нашему джентльмену, вертя шапку в руках. «Ну как, Лоцман?» — спросил мистер Фок. «Так вот, ваша милость». — ответил Лоцман. — Я не могу рисковать ни моими людьми, ни собою, ни вами, впускаясь в такое длинное путешествие в это время года на судне водоизмещением всего в 20 тонн. К тому же мы все равно не попадем в срок, так как от Гонконга до Йокогамы 1650 миль. — Всего 1600. — Ну, это одно и то же. Фикс глубоко перевел дух. «Но...» — продолжал Лоцман. «Быть может, есть средство уладить это дело иным путем». У Фикса перехватило дыхание. «Каким?» — спросил Филиас Фок. «Отправившись к южным берегам Японии в Нагасаки. Расстояние до этого порта — 1100 миль» или даже еще лучше в Шанхай, расположенный в 800 милях от Гонконга. В этом случае мы не будем слишком сильно удаляться от китайских берегов, что для нас весьма выгодно, тем более, что морские течения направлены здесь на север. Лоцман, сказал Филиас Фок, я должен сесть на американский пароход в Йокогаме, а не в Шанхае и в Нинагасаки». Почему это? Ведь пакетбот следующий в Сан-Франциско отправляется именно из Шанхая, а в Йокогаме и Нагасаке он делает лишь остановки. Вы уверены в своих словах? Вполне уверен. Когда пакетбот отходит из Шанхая? 11 в 7 вечера. Так что в нашем распоряжении четверо суток. Четверо суток – это 96 часов. При средней скорости 8 миль в час, если мы будем обеспечены всем необходимым, если продержится юго-восточный ветер, если море будет спокойно, мы сможем покрыть за это время 800 миль, отделяющих нас от Шанхая. А когда вы можете отплыть? Через час. Нужно успеть запастись продовольствием и сняться с якоря. Вопрос решен. Вы владелец судна? Да. Я Джон Бенсби, владелец Танкадеры. Хотите задаток? Если это не затруднит вашу милость. Вот 200 фунтов в счет платы. Сударь, продолжал Фок, поворачиваясь к Фиксу. «Если вы желаете воспользоваться...» «Сударь!» — не колеблясь, ответил Фикс. «Я сам хотел просить вас об этом одолжении!» «Хорошо», Через полчаса мы будем на борту». «Но как же быть с нашим бедным паспорту?» — спросила миссис Ауда, которую очень беспокоило исчезновение француза. «Я сделаю для него все, что можно», — ответил Филиас Фок. Расстроенный, взволнованный и взбешенный Фикс поднялся на лоцманское судно, а мистер Фок и его спутница направились в полицейское управление. Там Филиас Фок указал приметы паспорту и оставил достаточную сумму для его отправки домой. Те же формальности были выполнены у французского консула, и затем Паланкин после краткой остановки у гостиницы, где был взят багаж, доставил путешественников в гавань. Пробило три часа. Лоцманское судно номер 43 было готово к отплытию. Экипаж находился на борту. Припасы были погружены. Тенкадера была очаровательная маленькая шхуна водоизмещением в 20 тонн, стройная, узкая, с острым носом. Она походила на гоночную яхту. Начищенные медные части ее блестели. Железные были никелированы, палуба сверкала белизной слоновой кости. Все указывало на то, что судовладелец Джон Бенсби содержал свое судно в прекрасном состоянии. Обе мачты шхуны несколько отклонялись назад, Шхуна несла клевера, фок, грот, бизань, а также Марсели. При попутном ветре она могла поднять и добавочные паруса. При хорошем ветре шхуна развивала большую скорость и уже выиграла несколько призов на состязаниях лоцманских судов. Экипаж Танкадеры состоял из ее хозяина Джона Бенсби и четырех матросов. Все они были смелыми моряками, которые в любую погоду отваживались пускаться на поиски кораблей и прекрасно знали море сам Джон Бенсби, человек лет 45, черный от загара, сильный, с живым взглядом, энергичным лицом, очень уверенный в себе, отлично знавший свое дело, был способен вселить уверенность даже в самого робкого человека. Филиас Фок и миссис Сауда поднялись на борт шхуны. Фикс был уже там. Через люк в задней части судна путешественники спустились в квадратную каюту с нишами в стенах для коек. Посреди под яркой лампой стоял стол. В каюте было тесно, но чисто. «Сожалею, что не могу предложить вам ничего лучшего», — сказал мистер Фокс сыщику, который молча поклонился. Сыщик испытывал некоторое унижение, чувствуя себя обязанным этому господину Фоку. «Бесспорно», — думал он, — «этот мошенник весьма учтив, но все же он мошенник». В три часа десять минут на шхуне подняли паруса и на гафеле зареял британский флаг. Пассажиры находились на палубе. Мистер Фок и миссис Ауда бросили последний взгляд на набережную в надежде, не покажется ли там паспорту. Фикс испытывал некоторые опасения, так как случай мог привести сюда несчастного малого, с которым он так недостойно поступил, и неизбежное объяснение окончилось бы не в пользу сыщика. Но француз не показывался. Несомненно, он находился еще под влиянием одуряющего наркотика. Наконец, Джон Бенсби вывел судно в открытое море, ветер наполнил все паруса, и танкадера устремилась вперед, подпрыгивая на волнах. Глава 21, в которой владелец Танкадеры рискует потерять премию в 200 фунтов. Переезд 800 миль в такое время года на судне водоизмещением в 20 тонн был рискованным делом. Китайские моря очень неспокойны, и на них бывают ужасные бури, особенно в дни равноденствий. А дело происходило еще в начале ноября. Конечно, Лоцману при том огромном вознаграждении, которое он получал за каждый день пути, было выгоднее доставить своих пассажиров до самой Иокагамы. Но подобное путешествие было бы безрассудством, и уже сама попытка добраться до Шанхая являлась крайне смелым, чтобы не сказать дерзким предприятием. Однако Джон Бенсби твердо и, пожалуй, не без оснований надеялся на Танкадеру, которая как чайка покачивалась на волнах. В последние часы первого дня пути Танкадара плыла вдоль извилистых берегов Гонконга и при попутном ветре развивала большую скорость, превосходно держась на волнах. — Мне нет нужды, лоцман, рекомендовать вам максимальную быстроту, — сказал филиас Фок, когда шхуна вышла в открытое море. — Положитесь на меня, ваша милость, — ответил Джон Бенсби. — Мы поставили все паруса, какие ветер позволяет нести. ли не прибавят ничего. Они могут только помешать ходу судна. Это ваше дело, Лотман, а не мое. Я полагаюсь на вас. Филяс Фок, широко расставив ноги и выпрямив корпус, стоял крепко, как моряк, и невозмутимо смотрел на бурное море. Молодая женщина, сидевшая на корме, чувствовала себя взволнованной, глядя на потемневший в сумерках океан, с которым боролось хрупкое судно. Над ее головой развивались белые паруса, уносившие шхуну вперед, словно широкие крылья. Шхуна, подхваченная ветром, казалось, летела по воздуху. Спустилась ночь. Луна вступила в первую четверть, и ее слабый свет вскоре должен был погаснуть на туманном горизонте. Тучи, шедшие с востока, уже заволокли часть небосклона. Лоцман засветил сигнальные огни необходимая предосторожность в этих морях, у берегов которых плавает столько судов. Столкновение судов здесь не редкость, а при той скорости, какую развивала шхуна, она разбилась бы при первом ударе. Фикс размышлял, стоя на носу судна. Он держался в стороне, зная, что Фок по натуре неразговорчив. К тому же ему было неприятно беседовать с человеком, чьими услугами он пользовался. Он думал о будущем. Он был уверен, что Фок не остановится в Йокогаме, а немедленно сядет на пакетбот, идущий в Сан-Франциско, чтобы достигнуть Америки, широкие просторы которые обещали ему безопасность и безнаказанность. План филиасов Фога представлялся Фиксу необычайно простым. Вместо того, чтобы из Англии отплыть непосредственно в Соединенные Штаты, как это сделал бы обыкновенный мошенник, этот Фок проделал огромный крюк и пересек три четверти земного шара только для того, чтобы вернее достигнуть американского континента и, сбив со следов в полицию, спокойно проживать деньги, похищенные в банке. Но что будет делать он, Фикс, на территории Соединенных Штатов? Оставит ли он в покое этого человека? Нет. Тысячу раз нет. До тех пор, пока не будет вынесено постановление о выдаче вора, он не отстанет от него ни на шаг. Это его долг, и он выполнит его до конца. Во всяком случае, ему на помощь пришло счастливое обстоятельство. Около Фога нет больше паспорту. А после тех признаний, которые сделал ему Фикс, было очень важно, чтобы слуга и господин никогда больше не встретились. Филиас Фог тоже думал о своем слуге, о его таинственном исчезновении. Перебрав все возможности, он пришел к заключению, что бедный малый вследствие какого-то недоразумения, видимо, сел на карнатик. Такого же мнения держалась и миссис Ауда, глубоко сожалевшая об этом честном слуге, которому она была так обязана. Можно было надеяться встретить паспорту в Йокогаме, и если Карнатик доставил его туда, это будет нетрудно узнать. К десяти часам вечера ветер посвежал. Может быть, осторожнее было бы взять один риф, но лоцман, внимательно посмотрев на небо, решил оставить паруса так, как есть. В полночь Филиас Фок и миссис Ауда спустились в каюту. Фикс уже был там и лежал на одной из коек. Лоцман и матросы всю ночь оставались на палубе. На утро 8 ноября к восходу солнца шхуна уже прошла больше ста миль. Лак, который часто пускали в море, показывал среднюю скорость от 8 до 9 миль в час. На Танкадере поставили все паруса, и при ровном боковом ветре она давала максимум скорости. Если ветер не изменит своего направления, судну будет обеспечена удача. В течение всего дня Танкадера сколько-нибудь значительно не отклонялась от берега и течение благоприятствовало ее курсу. Она плыла милях в пяти от земли, оставшиеся у нее по левому борту и временами, когда рассеивался туман, были видны неровные очертания берега. Ветер дул с суши, и поэтому море было не так бурно. Счастливое обстоятельство для шхуны, ибо суда малого тонажа больше всего страдают от волн, которые уменьшают скорость или, как говорят моряки, убивают ее. К полудню ветер немного ослабел и подул с юго-востока. Лоцман приказал поставить топсель, но часа через два принужден был убрать его, так как ветер вновь усилился. Мистер Фок и его молодая спутница к великому счастью оказались нечувствительными к морской болезни и с аппетитом ели консервы и корабельные сухари. Фикс был приглашен разделить с ними трапезу и крайне своей досаде должен был принять это предложение, ибо хорошо знал, что желудок, как и корабль, необходимо загружать балластом. Путешествовать на средства этого человека и вдобавок питаться за его счет он находил не совсем порядочным. Но тем не менее он поел, правда, немного. По окончании завтрака Фикс почувствовал себя обязанным отвести мистера Фога в сторону и сказать «Сударь». Это слово жгло ему губы, он сдерживал себя, чтобы не схватить этого сударя за шиворот. «Сударь», — продолжал он, — «вы были столь любезны, что предложили мне место на этом судне. Хотя мои средства не позволяют мне жить так широко, как вы, я все же хотел бы заплатить свою долю. — Не будем говорить об этом, сударь, — ответил мистер Фок. — Но я хотел бы... — Нет, сударь, — повторил Фок тоном, не допускавшим возражения. Это входит в общие расходы. Фикс поклонился и замолк. Затем он отправился на нос шхуны и за весь день не сказал больше ни слова. Судно быстро мчалось вперед. Джон Бенсби надеялся на успех. Несколько раз он повторял мистеру Фогу, что к назначенному сроку они будут в Шанхае. Мистер Фог кратко отвечал, что он на это и рассчитывает. Впрочем, весь экипаж маленькой шхуны был преисполнен рвения. Премия воодушевляла этих смелых людей и поэтому не было ни одной снасти, не натянутой до предела. Ни одного плохо поставленного паруса. Ни одного резкого поворота, в котором можно было бы обвинить рулевого. Все маневры производились с такой тщательностью, словно шхуна участвовала в гонках королевского яхт-клуба. К вечеру Лоцман определил по лагу, что от Гонконга шхуна прошла 220 миль. И Филиас Фок мог надеяться, что по прибытии в Йокогаму ему не придется записывать в свой маршрут ни минуты опоздания. Таким образом, серьезная неудача, постигшая его впервые после отъезда из Лондона, не должна была, видимо, нанести никакого ущерба его планам. Под утро Тенкадера прошла пролив Фокьен, отделяющий большой остров Формозу от китайского берега и пересекла тропик Рака. Море в этом проливе очень опасно, оно полно водоворотов, образуемых встречными течениями. Шхуну сильно качало, короткие волны пересекали ей путь, на палубе было трудно стоять. С наступлением дня ветер еще больше усилился. На небе появились предвестники шторма. К тому же барометр предсказывал скорую перемену погоды. Его суточный ход был неправильный, и ртуть капризно колебалась в трубке. На юго-востоке море вздымалось длинными волнами, от которых пахло бурей. Накануне солнце зашло в красном тумане, висевшем над фосфорицирующими волнами океана. Лоцман долго рассматривал мрачное небо и бормотал сквозь зубы что-то неразборчивое. Оказавшись рядом со своим пассажиром, он негромко спросил — Вашей милости можно говорить все? Все, ответил Филес Фок. Нас ожидает шторм. Откуда он идет, с севера или с юга? спокойно спросил мистер Фок. С юга. Смотрите, какой собирается тайфун. Ну так что ж, тайфун с юга нам по пути, ответил мистер Фок. Если вы так на это смотрите, мне нечего больше сказать, заметил Лотман. Предчувствия не обманули Джона Бенсби. В более раннее время года тайфун, по выражению одного известного метеоролога, пронесся бы всего лишь светящимся водопадом электрических разрядов, но в дни осеннего равноденствия можно было опасаться жестокой бури. Лоцман заранее принял необходимые меры предосторожности. Он приказал убрать все паруса и спустить реи на палубу. Стенги были также опущены. Люки наглухо задраили, чтобы ни одна капля воды не могла проникнуть в трюм судна. Один лишь треугольный парус из толстого полотна был оставлен на мачте, чтобы удерживать шхуну в попутном ветре. После этого оставалось только ждать. Джон Бенсби предложил своим пассажирам спуститься в каюту, но оставаться в тесном помещении, почти лишенном свежего воздуха и сотрясаемым волнами, было неприятно ни мистер Фок, ни миссис Ауда, ни даже Фикс не согласились покинуть палубу. К восьми часам сильный шквал с потоками дождя обрушился на шхуну. Влекаемая своим единственным парусом Танкадера, словно перышко была подхвачена бешеным ветром, силу которого невозможно точно передать. Сравнить его скорость с учетверенной скоростью несущегося на всех парах локомотива значило лишь приблизиться к истине. В продолжение всего дня судно, уносимое чудовищными волнами, мчалось к северу, сохраняя, к счастью, скорость, равную скоростью этих волн. Двадцать раз на него грозили обрушиться горы воды, вставшие за его кормой. Но ловкий поворот руля, за которым стоял сам лоцман, каждый раз спасал судно от катастрофы. Временами пассажиров с ног до головы окатывало налетавшей волной, но они переносили это с философским спокойствием. Фикс, конечно, ворчал, но бесстрашная Ауда, не отрывая глаз от филясов Фога, хладнокровием которого она любовалась, выказывала себя достойной его спутницей, не обращая внимания на порывы ветра, налетавшего с обоих бортов судна. Что касается Филиаса Фога, то можно было подумать, будто тайфун тоже входил в его расчеты. До сих пор Танкадера неизменно шла к северу, но к вечеру, как и можно было опасаться, ветер повернул на три румба и подул с севера с запада. Шхуна, шедшая теперь бортом к волне, отчаянно сотрясалась. Море било в нее с такой силой, что можно было бы опасаться за ее целость, если бы все части судна не были так крепко пригнаны друг к другу. К ночи буря еще больше усилилась. Видя, что наступает темнота, а с темнотой и шторм становится сильнее, Джон Бенсби начал тревожиться. Он спрашивал себя, не пора ли пристать к берегу, и посвящался об этом со своими матросами. Затем он подошел к Филиасу Фогу и сказал, «Мне кажется, Ваша милость, мы хорошо сделаем, если зайдем в один из ближних портов». «Я тоже так думаю», — ответил мистер Фог. «Вот как?» — произнес Лоцман. «Но в какой?» «Я знаю лишь один порт», — спокойно ответил Филиас Фог. «И он называется?» Шанхай. Лоцман сначала не понял смысла этого ответа, свидетельствовавшего о несокрушимой настойчивости и решимости. Потом он воскликнул. — Ну что ж, хорошо. Ваша милость правы. В Шанхай. И направление Танкадеры неизменно поддерживалось на север. То была поистине ужасная ночь. Только чудо маленькая шхуна не перевернулась. Два раза она скрывалась под водой, и если бы не крепкие найтовы, все было бы смыто с палубы. Миссис Ауда чувствовала себя совсем разбитой, но не издала ни единой жалобы. Несколько раз мистер Фок бросался к ней, чтобы защитить ее от ярости волн. Наступил день. Буря все еще продолжалась с прежней силой, но ветер опять переменил направление и дул теперь с юго-востока. Эта перемена благоприятствовала Танкадере, которая вновь двинулась вперед по бушующему морю, где сталкивались встречные волны. Будь судно построено не так прочно, эти волны разбили бы его одним ударом. Время от времени среди разорванных клочьев тумана показывался берег, но не было видно ни единого судна. Только одна танкадера боролась с морем. К полудню появились первые признаки успокоения, к закату солнца они стали более определенными. Буря стихла так же внезапно, как и началась. Разбитые от усталости пассажиры могли наконец закусить и немного отдохнуть. Ночь прошла относительно спокойно. Лоцман вновь поставил паруса, взяв на них два рифа. Шхуна пошла со значительной скоростью. На восходе солнца следующего дня, 11 ноября, Джон Бенсби, определив положение судна, заявил, что до Шанхая осталось меньше 100 миль. Но эти 100 миль надо было пройти в один день. К вечеру мистер Фок должен прибыть в Шанхай, если он не хочет опоздать к отходу пакетбота на Йокогаму. Не будь этой бури, из-за которой пропало несколько часов, шхуна была бы уже в 30 милях от порта. Ветер заметно стихал, и с ним, к счастью, стихало и волнение. Шхуна оделась парусами. Топсель, кливер, контрфок — все толкало судно вперед. Море пенилось под его форштевнем. К полудню Танкадера была всего в 45 милях от Шанхая. Оставалось 6 часов до отхода парохода на Йокогаму. На борту началось волнение. Всем хотелось во что бы то ни стало прибыть вовремя. Все кроме, конечно, Филиаса Фога, чувствовали, как их сердца бьются от нетерпения. Маленькой шхуне надо было сохранить скорость не менее 9 миль в час, а ветер все слабел и слабел. Это был неустойчивый бриз, капризные порывы которого налетали откуда-то сбоку. Стоило им прекратиться, и море сейчас же успокаивалось. Но все же судно было такое легкое, высокие, тонкого полотна паруса так хорошо держали ветер, что Танкадера, подгоняемая еще и течением к шести часам вечера, находилась в десяти милях от устья реки, на которой стоит Шанхай. Самый город был расположен приблизительно в 12 милях вверх по ее течению. В 7 часов до Шанхая оставалось три мили. Страшное проклятие сорвалось с губ Лоцмана. Премия в 200 фунтов стерлингов, видимо, ускользала от него. Он посмотрел на мистера Фога. Филиас Фог оставался спокойным, хотя на карту было поставлено все его состояние. В этот миг вдали показался длинный черный силуэт, увенчанный облаком дыма то был американский пакетбот, отходивший из порта в назначенное время. «Проклятие!» — вскричал Джон Бенсби, в отчаянии выпуская из рук руль. «Сигнал!» — спокойно приказал Филиас Фок. На носу Танкадеры стояла маленькая бронзовая пушка. Она служила для подачи сигналов во время тумана. Пушку зарядили по самое жерло, но когда лоцман уже готов был поджечь фитиль, мистер Фок приказал спустить флаг флаг был спущен до середины мачты это было сигналом бедствия и можно было надеяться что американский пакетбот заметив сигнал изменит курс чтобы подойти к шкуне огонь скомандовал мистер фок и звук выстрела маленькой бронзовой пушки разнесся в воздухе